Здорово, мужики, здорово. Дима, ты не слышно ничего, братик? Меня не слышно, я здесь. Тебя не слышно, Дима, привет! Здорово всем! Здорово, Дима! Здорово, Дима! Здорово, Слава! Здорово, Дима! Здорово, мужики, здорово. Здорово, пацаны, здорово, чат. Здорово. Здорово, девчонки в чате, если есть. Есть, конечно, братик, обижаешь, если слушай. Даже. Есть. Плюсаните, просто чтобы понимать. Здорово. Ебать, я вовремя зашел. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дамы и господа. О, у меня сейчас рекламный сториз заснять. 5 плюсов, отлично. А сейчас я быстро засниму рекламный сториз. Надо текст открыть, блять, я сейчас... Типа, здорово, у меня в группе ВК проходит розыгрыш балдежного ноутбука Honor Hunter 800, характеристики которого вы можете видеть на экране. Тебе подробности условия по свайпу. Окей, сейчас запишу. Блять, так ненавижу снимать сторисы. Ладно, похуй. Здорово, ребята, у меня в группе проходит розыгрыш, бля, бал... Ой, блять, там нельзя матом, ебаный рот, блять. Сейчас. Бля, я просто смещаюсь так, ребят, знаете. Так, одну секунду. Здравия желаю, ребята, у меня в группе проходит розыгрыш... Ой, блядь, ВК в группе. Здравия желаю, ребята, у меня в группе ВК проходит розыгрыш балдежного ноутбука Honor Hunter 800, ребята, характеристики которого вы видите, так сказать, на экране. По свайпу вверх вы можете ознакомиться с информацией и принять участие в розыгрыше. Не упустите шанс урвать эту машину. По-моему, нормально, блядь. По-моему, нормалёк такой конкретный, блядь. Ай, капитальный, блядь, нормалёк! Так, Ген, я тебе сейчас закину сторис, и ты просто скажи, как она тебе. Просто вот честно только. А где удав? Удав как где? Как где? Проводки. Я сегодня с ним, блядь, так сказать, весёлую ночку провёл. А где? Она с ним тоже весёлую ночку провела. Ой, блядь, ребят, ну что скажете, ебать мою жопу, блядь, ебать мою задницу, блядь. Так, все, сейчас команда собирается, чё по онлайну, бро, все скатился, братанчик, блядь, пиздец полный, блядь, ебануться нахуй. А ставки, наверное, так и не сделали, да, я думаю? По-моему, нет. У меня ставки сломались, ты шаришь, да? Сегодня ставил вроде у себя. А, у него тоже ломались? По-моему, у него были, если не ошибаюсь. Ну вот у меня не сломались, блядь, приколись. Бля, ну у тебя там такие суммы были, возможно, просто решили под контроль взять. Ну-ка, predictions. Прогноз не запущен, начать можно здесь. Ладно, попозже запущу, если запустится, мало ли. Что, сейчас турик, да, мужики, турик уже начат, начали. Полуфинал, правильно? Полуфинал! Team Death Out versus Team Shock. Все верно. Как красиво сказал мой коллега, ребята. Всех приветствую в зоне комментаторства, блядь. Она же зона риска. Она же зона киски. Зона киски. Зона бикини. Зона бикини. А где очки? Как где очки? Вот очки. Нару. Голос Лишером 1-1. Я так понимаю, ребят, ты про Моргенштерна. Ребят, я с ним пообщался, человек хороший, мы с ним так чуть попиздели, поворковали с ним, блядь. Но вы должны понимать, что в плане уровня игры, блядь, это ноль. К сожалению, блядь. Вы должны это понимать. Как ни крути, блядь. Тесный сум, блядь. Ну, можете позволить такую наглость, блядь, бросить мне вызов, блядь. Не знаю, куда он лезет, братанчик. Я гоню быстро, не подъедешь близко. Слава, можно достать доллар из футболки и засунуть туда $100? Можно. Да? Наверное, надо разрезать. А, ну то есть это не достается, то есть это не пиквало. Нет, там так положили. Слава, какие книги посоветуешь почитать? Слушай, я сейчас читаю Ведьмака, мне пиздец нравится вообще. Что? Ведьмак, кстати, топовая книжка, если без рофлов, ребята. Ну она охуенная, да. Она прям пиздец интересная. Понял? И там, ну вот я вот начал читать, сейчас читаю 8 главу уже, получается. Ведьмак крутой.
И там не повторяется все, понял, с этим, блядь. Ну, ты понял? Я очень долго искал Ведьмака в аудио формате крутом, так и не нашел, если честно, пришлось читать. Ну, это проблема, да, с этим есть. А ты все прочитал, все книги? Слушай, я прочитал, по-моему, или две, или три, но это было давно, я даже сейчас не вспомню, как они назывались. По-моему, две, по-моему, прочитал. Ой, такое мы не слышим. Мы слушаем Судалава. Судалав! Опять КС, пацаны, у нас турик, вы должны понять, чем быстрее сейчас мы стреляемся, может мы еще успеем в одну игру потом поиграть, если, допустим, две карты будет, мне хочется попробовать. На что за игра, интересно? А я какую-то скачал Spellforce или как-то так. Это для VR? Не-не-не, это обычная игра, по-моему, так называется. А, Spellbreak. А, Spellbreak это, подожди, это где? Это батл-рояль, короче, с магами, понял, там маги летают, блядь, пиздец. Мага? Ну маги, блядь, сейдомеды. Чисто там мага летает, блядь, на метле, блядь, в Хогвартсе, блядь. Коробки строят. Да, ну вот, попробуем эту хуйню, не знаю, нормальная игра, нет, посмотрим. Айсу пишет, это Fortnite для волшебников. Звучит так аппетитно, да, прям сказочно? Волшебно прям так. А! Что за ретица? Я тебе мечтаю, тебе глупо, мне тебе попали на лобби, мы с тобой сейчас с любовью, эй! Свои слюну, лежит мой след. То есть, ну, ты сказать, собой, что сегодня мы не увидим три игры? Вполне возможно, что нет. То есть какая-то команда, ты хочешь сказать, выиграет 2-0? Конечно, вполне возможно, а почему бы и нет? А разве это баланс? Это дисбаланс, блин. Слушай, я так понимаю, команда The Souls опаздывает чуть-чуть. Бля, смените аймап, пожалуйста. Потом на сервере. I'm map. Так, кто там должен еще зайти? The South в Дискорде, Макриский в Дискорде, Бистикс в Дискорде и Синди. Они сверху сидят, походу. Можешь к ним зайти, брат, позвать? Сейчас, где они? Смотри, подожди, в одной команде пулсбор. Ага. Я не вижу только, ну, The South, здесь Рома, здесь. Кто нам еще нужен? Синди? Синди и Бистикс, вон они сверху Синди, сидят. Бистикс, и мапки. Да. И мамки, блин. Ребят, вы готовы? Здорово. Не раздевайся. А я их не... А в чем суть его контента? Я когда не гляну, 90% это крики и кривляния. Бартончик, а ты что думаешь, блядь? Теорему, блядь, Ньютона, ёпта, на других стримах изучаем, блядь. Развлекательный контент, ёба, ну, на попа, блядь. Ну тогда собираемся сейчас. А это уже на любителя. Тоже готовы уже и начинаем. Ты чё, Аристотель, блядь, вообще нахуй не раздуплил, блядь. Окуляры запотели, блядь. Тут все просто. Мапки. Он смешной. Какой смешной, блядь. Серьезный мужик, нахуй. Ебанулись, блядь. Сейчас. Понял. Я самый серьезный мужик в СНГ, блядь. Понял. Сейчас будем решать. У Литвина отец умер. Я видел, пиздец. Вячеслав. Вообще. Меня мама очень любит Литвина, если честно, посмотреть. Вячеслав. Я тогда что-то. Говорят, что... Вечная память ему. Говорят, что мапки... А. Мапки что? Еще что, подготавливаются к игре. Что, мы играем? Поступила информация. Сейчас ему пытаются дозвониться. Не пойдем, долбоёб. И сразу начнём. Как он проснёт? Как он подойдет к телефону, сразу начнем. Еще готовится жестко к игре, прям вообще не остановить. Да, он это... Понимаю. Кондиции входят боевые. Понимаю. Я не буду тебя трахать! Я не буду тебя трахать, извини. Ты меня извинишь? То есть от противного пошел, понял? Конечно. Не буду, а я должен такой, да не, ну Слав, ну трахни. Команда строго сегодня играет? Нет, команда строго играет завтра. Меня слышно? Да, здорово. Супер, здорово. Слушай, там мапки говорят, готовятся еще очень активно. Готовятся? Да. Ты можешь зайти, кстати, к Синди наверх, да. Они... Слушай, попроси, пожалуйста, Бисикса карту сменить на Мираж, я не могу зайти. Вроде в сети мапки. Че по составам? Слушайте, эти команды вы уже видели. Команда The Souls против команды Шока. Интересная дорога будет, я думаю. Мираж, не, пожалуйста. Улетел, отец умер, это я тоже видел. А, да, братан, да. А че по составам? По составам? Пиздец здесь, вообще разъебываю все вдоль, нахуй. Сейчас сториз запишу. Тогда суставы это синоним команды Шока, потому что тоже будут разъебаны в ноль, да. Потому что тоже, сука, слетят, ебать, чашечки, бля, коленные, блядь. Игровая дисциплина сегодня Counter-Strike? GTA 5 RP, естественно. Угу. Тут есть, блядь, клеточки. Сразу на корню пресечем эту хуйню, бля. Ух ты, нихера, ты ну-ка дальше прочитай, это, возможно, текст для песни. Сразу на корню пресечем эту хуйню дальше. На корню пресечем эту хуйню, в родиманную я залью, свою сперму ебаную.
Я хочу быстро, не подъедешь близко. Так, сейчас, секунду. Алло. Ребята! Ой, ребята! Ой, блядь! Серим запущен. Понял, он Апке готовился, блядь. Ребят, залетайте, всех ожидаю, блядь, сейчас будет заруба, полуфинал, Team Shock против Team The Sound, блядь. Будет жарко. Помидорка, привет. Поэтому у нас мапки зайдет сейчас. Серега, тут мы сам мапки только плюском. Ну слава 8 сантиметров, в смысле, ебанулись, блядь, вам что, пенис, блядь. Пенис. Смотри. Пенис. А как у меня? Азбук, как у меня проверить пенис? Да, показывайте реальный член. А как у меня проверить забыл? А, писюн. Про этот кровайчик пришел. Карабуль, спасибо большое. А где мой писюн? Полетел сейчас. Здорово! Вот мой, 24. 24 это мой, блядь! Это мой! Это мой! Это мой! Вот твой, напиши сейчас, напиши сейчас. Смотри. Давай, давай. Ух, извини. Писюн. Вот, 8, твой, 8. 8, блядь. 8, мой, да посмотри, 8, мой. Блин. Да посмотри, ты мой, ты паскуда, блядь. Вот здесь, блядь, уебище нахуй. Давай. 19, блядь, не хочешь, блядь. Ой. 19. Чуть-чуть меньше, чем в жизни на парочку сантиметров, 19. Блядь. 19 миллиметров. Ты миллиметров, блядь, мои миллиметры, тебе слышишь, затылок бьются, хотя в сыр верчу, блядь. 19 миллиметров. Каебутой слышишь, блядь, стенку, блядь, ёпта. Блядь, писюны полетели в тяне, вы. Главное, что не в рот. Почему? Я бы не отказался, знаешь ли. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в моих руках. Слушай, ну все, Рома и Альфа в команде, можно начинать. Это же 1-1. Стоп, на карту зашел, там файт уже начался. А Туре уже все играет? Да, уже играют. Ты не успел? Не, уже залетаю. Деньги, эй, Лил Буда. Играет Макриски против Альфа. Альфа врывается через Яну. Второй раз убивает Ван Дафф. Ты посмотри, что делает. Жан-Клод Ван Дафф. А зачем ты зашел? Я буду хуяриться. Тогда я зайду за Альфа. Давай, давай, тебя в ротик жади, блин. Давай. Тебя в рот от тараба. Опа, опа, смотри, опа. Оп, кабинка-то отлетела. Ебать, фулл ХД, угар полный, блин. Я принес говнеца как пахом. Губы этой сухой пакут с моим пахом. Я принес говнеца как пахом. Губы этой суки пахнут моим пахом. Ебать, залетай, я ебал нахуй. Улетели нахуй, бат ты, сука, два, бля. Попал. Давай, давай, валитесь, валите яму нахуй. Два дурачка улетят, бля, сразу же. Ебать, 16-9, бля. Так, модельки медленно бегают. А, по флешку играем, бля, крыса ебаная, да? Понятно, сейчас в рот будет отъебано. Первый улетел. Сперма, бля. Обмотал бандану на свой. Это фит сода, работаем, работаем, ребят. Ну ладно, бежу, не работаем, бля. Ну надо встретиться с ним, блядь. Сейчас сделал дохуя, говорю, пиздец, бля. Конечно, я, блядь, я деловой пиздец, бля, Кент, ёпта. Сейчас быстро 16-0 выиграл, и дальше турнир. Слушай, не попадаю! Я... Поставка все так же, слушай, братик, я не знаю, братан. А, за вас вот кустик зашел. Я честно, душе не ебу, братан. А что, зайдет тот или нет? Там, я говорю, ситуация мапкеобразная. А, вон, мапки зашел, все, заходите. Зашел, ладно. Да, все, у них вся команда готова, они вон сверху почему-то сидят. Вы все готовы, где Шок? Зовите Шок и полетели. А, ребята, здравствуйте. Здравствуйте.
Заходите на сервер, мы вас всех ждем. И вопрос, а где Эрик Шоков? Точнее, Эрик, сука, Шоков, блядь. Уже новый режим, надо не перебывать. Это, конечно, хорошо, а где он на сервере? Давай. Две тати, две маленькие тати. Даже не отрицают, что они шалавы. Вдоль ночных дорог, не жалея. Это битва поколений началась. А ты меня любишь? Сука. Давай дальше, брат. Нет. Гулять со мной будешь? Как ты дальше? Отстань. Как? Бля, я забыл, забыл. А ты меня любишь? Нет. А гулять со мной будешь? Отстань. Отстань! Это что такое? Почему покачину? Почему? Покачину! А что мне делать, бэби, бэби, если я тебя люблю? Что это за полет такой? Что песня такая, Кать? Алло. Я готов. Пафнутый, сука, отпусти, падла! Амина, ты что это произошло в том дискорде, да? Давайте, ребят, залетайте все на сервачок, нахуй. Магас хуй, Магас говно во рту рубит, бля. Погоняйся. Пафнутый, блин. Алло, всем привет. Здорово. Здорово, братик. Как дела, брат? Ой. 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 Почему ты злой? Я еще раз размять, ребят. А ты такой злой. Да. Надя. Нарол, нарол, нарол. Диман, ты тут, братик? Да, я попасть не могу. Ох ты, ох ты, ёбаный, бля! Показывай вантапы, бля, поразивший человечество. Бля, реально заебатый, меня реально поразило, блядь. А что мне делать, бэби, бэби, если я тебя люблю? Мои пацаны таланты! Ответь, бля, пожалуйста, видюха. Падла, блядь, ты чё меня, блядь, захуярил, блядь, дурачок ты, ёбаный, блядь. Я соло не могу тащить это. Вы заходите, ребят? Давайте, всех ожидаем вас. Мы сейчас с Лотом Гузликом принимаем сторону, блядь, комментаторскую руку, ёбаная, блядь, булка, блядь. Всё, я вам пойдём, спектаторы, чтобы слоты не освободить. Пойдём. А какие карты мы играем? Вот это вы сейчас будете решать. Я попрошу Эрика, сука, Ушокова, блядь, подняться наверх. Да пиздушкин. Да за что, да пиздушкин? Так, сейчас я поднимусь наверх, секунду. Ребята, ребята! Слава. Здорово, здорово, ребят, здорово. Здорово, Слава. Как вас зовут? Ты же голосовую, которую я тебе отправлял. Ребята! Ты же голосовую, которую я тебе вчера отправлял. Нет, наверное, брат, а что там? Смотри, это по поводу того, что ты можешь найти человека, который просто тебя будет мувать в команды, типа, чтобы тебя не лагало. Ой, это прикольно. Так, два человека, мы еще ждем, а и кто, начинается а кто это может быть? Нужна какая-то шестерочка прям, может, строго подойдет? Зарк, Воу, например. А, давай Зарк. Шеф, вы здесь? Шеф, вы в чате сейчас? Алло, шеф. А, Слава, еще одна просьба огромная. Я не знаю, братан, про видюху 1650 супер, если честно. Я бы сейчас покупал лучше 3000-ную серию, самая современная будет. Просьба? Ага. Там ценник так, другой можешь? Совершенно. А 3050, ты думаешь? Сколько он говорит? Какую карту он сказал? 3050 разве? Нож Руби. Он сказал 1160, я по-моему. То есть конкретно детализировать, да, ты просишь сейчас твои... Да, да, да. Хорошо сделаем, брат. Нет. Спасибо, все. Максималочки? Ну да, да. 3000. Ну, 1650 он сказал. Не знаю. Ценник. А вот из-за этого боюсь, бля, как бы все сейчас не полегло нахуй. Давай. Сколько стоит? Слушай, а чтобы нормальные текстуры были, вот, детализация моделей и текстур, правильно? Сейчас я скажу. Ну, просто графику. Это вроде да, детализация эффектов. Да, детализация моделей и текстур. А, эффектов? Да. Короче, что это выебал. Я еще в интернете, нормально? И всякие функции. Там все, да, пизду, винда полегла, чё? Нахуй. Легло? Все, в пизду, бля, слышишь, все нахуй, накрылся, бля, консервная банка, ебаная. Чего у тебя с ПК, брат? Не знаю. Блять, как так? Кент пишет, у чела комп за 500к, он боится за качество. Я не боюсь за качество, я боюсь его сменили, бля, братан. Потому что это достаточно энергоемкий процесс, блядь. Ты должен понимать. Можно попасть в стрим, понимаете? Конечно, бля, это вам не какая-то... Синий экранчик появится. Это не какая-то хуйня, может все полететь, бля, просто медным тазом, бля, все пиздануться, нахуй. А за мной перед... Что, футболка? Не знаю, Катюхи прислали, я просто пиздил. Перекинь меня к Эрику, сука, Шокову и мы пикбанов. К Эрике, точнее, паскуда, бля, ебаная, Шокова. Эрик, тварь, бля, ебаная, Шоков. Есть 2 минуты, пока попикаю. Заходи, Серег. Да, да, есть. Да, есть, есть. Пойдем, пойдем, пойдем вниз. Спускайся, что ты не хочешь там спуститься? Ты просто, ты обнаглел? Подожди, не понял, а почему Тим строго у нас играет? Где он играет, Тимонтей? Написано, Тим куда? А, это у меня старое осталось. У тебя тоже написано, Тим строго, Тим куда? Да это на сервер осталось, забей хуй. А. Ебать, ты десептикон, бля, братан, твой рот ебал, блядь.
А, ты с Диманом же говоришь параллельно, я думаю, что ты хуйню. Да, я с Диманом тут тивспике. У меня вот это в моей голове. Дим. В моем животе бабочки. В своем животе, бля, моя сперма, ебать, вчерашняя засыхает, ебать, бля, на стенках, блядь, у кишечника, блядь, разъебанный, вот весь жопой, блядь, просто раздолбанный, блядь. А тем временем, Вячеслав, все, команда-то в сборе, может быть, и... Команды в сборе. Let's get ready to rumble! Рэмбо, блядь. Давай, мафия сбор сегодня, я тебя муваю, давай. Ребят, привел к вам ебаного дурачка Сережу Десаута, бля, у него погоняло. Потерпеть, садомет! Потерпеть! Это не лагает, ребят, ты игра с Вером. Смотри, не убивай, смотри. Эрик, паскуда ебаная, шока! Подожди, пишут, что лаги почему-то. Да потому что игра с Вером так была, братан. Давайте, ребят, произведем чёрк. Смотрите, у меня для вас есть монетка, на которой орел. Орел резко убираю. Орел! Дядя Шок, ты орел, я резко. Понятно, сделал я орел. Короче, блядь, поверьте на слово, орел. И решка. Так, ну ты за кого Шок? И вам сейчас надо определиться. Да. Ты орел, давай, я решка. Шок у нас получается гордый орел. А Серега ебучая решка обусранная, блядь. Просто ну, циферка, шестерочка, блядь. Полетели, ребята! Вот так сильно не добили. Орел! А какая разница, если мы все равно две карты баним и пикаем? Ну, он банит первый, потом я баню, потом он пикает, потом я пикаю. Походу. Ну что, ребят, давайте! Какая начнем! Наше противостояние! Я бы первый банил, я первый пикал. Последний. Ебать, ногти грязные, бля, нахуй мне чистить, бля, я же киберспортсмен, блядь. Мне вообще похуй, ёпта. Ебать, воду переводить. Я в киску ноги сую, ёпта. Или язычок, нахуй. Ребят, хопа нужно. Не убивай, смотри, сейчас будет жестко, смотрите. Беконная писька, это балдёж, знаешь, половые губы вот так беконом обложить, ебать, и просто, знаешь, и хлебушком, ебать. Я помню твои беконные ноги. Да-да. Просто ногами топтать пизду, бля. Клитор мять. Да-да, извини. Тропиночку протаптывать себе. Первый бан делайте. На тебе отвесно. Светлое будущее. Минус, конечно, минус даст. Теперь пик, да, идёт? Да. Интересно. Это было нечитаемо. Пикайте, так, да? Бистикс остается. Нет, один, три в одного. Да подожди ты, блядь, это вармап. А, да? Дима, нужно остановить, уже расшелся. Мы сегодня будем очень агрессивно, ребят, комментировать, бля, потому что сегодня одна бойсов 3, нам энергию не надо. А, теперь мы баним. Сейчас, да, там часто я свой оверпад, инферно, нюк, да? Нюк, да. Так, сейчас. Лучше нюк забанить, Фендер. Ребята, вы хотите ставки, да, а вы знаете, что вы проиграете? Что, здесь скажу почему. Потому что сегодняшний баланс непредсказуем. Непонятно, кто победит. Дисбаланс, дисбаланс. Дисбаланс. Я сегодня буду соло закрывать. Дисбаланс. Да, блядь, не лаги это, сука! Я КС-ку сворачиваю просто. Нахуй ты ее сворачиваешь? Потому что я бегаю по дискорду, всякую тут хуйню делаю. Я же, блядь, сисадмин, ебаный. Вот просто смотрите, сейчас разминка. Я, конечно, понимаю, что все играют неаккуратно, на похер. Но вы посмотрите, насколько давит просто эта команда. Что баннер? Команда Эрика Шокова. Они просто уничтожают. Да, там на респе стоят КТ. Ну какая разница? Так, хорошо, что, ребят, минус, получается, что там дальше? Давайте не будем хуйней страдать, блядь. Короче, играем первая карта Трейн, вторая Мираж, третья Инферно. Да. Трейн, Мираж, Инферно, правильно? Да. Ребят, это первая Трейн на турнире, блядь. Я хочу вас поздравить, блядь. Это будет очень, блядь, горячо. Ебать, моя жопочка припотеет, блядь. Давайте команда Гэлхов, а я ушел. Спасибо, я. Я желаю вам удачи, блядь. Пусть победит сильнейший, блядь. Давайте, ребят, удачи. Трейн? Ой-ой-ой, у меня про Трейн есть интересная история, которую я сегодня на утреннем стриме узнал. Какая это история? Сейчас расскажу, только мне нужно найти этих. Лис пьяный сейчас хуй узнает, ребят, я его рот ебал, блядь, этого уёбка ёбаного, блядь, паскуды твари ебаные, блядь. Рассказываю. Да, блядь. Лайф? Да. Чат, вы хотите историю про Трейн? Она короткая. Да, ты потом почекай, ребят, после катки. Короче. Давай. Вам просьба, ребят. Они не хотят. Можно вам ладно, тогда не буду. Давай историю, блядь. Начну бояться. Да история простая, что Фандер один из лучших игроков, кто сейчас есть на стриме, который отыгрывает Трейн. И именно поэтому Мага и команда Эрика Шокова хотели, чтобы был Трейн. Потому что Фандер ее готов задаствовать в соло. Вот все это решил-то.
Ну вот потому что есть инфа такая. То есть то, что Фандер ёбнутый на трейне, правильно я понимаю? Фандер ёбнутый на трейне, да. Да мне кажется, похуй, слушай. Ему нужно дойти до АП. Знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу, что Фандер это не симпл. Нет, это серьезно. То есть я не принижаю заслуги Фандера, но Фандер это не симпл, понимаешь? Слушай, Слава, в балансе решили 6 на 4 играть, а вот. Я вообще никого не боялся. Вот. Так, сейчас. Май, суки, несу полную хуйню. Так, короче, у нас есть один кукол. Ребят, рейди! Кукол в команде, ребят. Можно я кипить все? Просто понаблюдайте, ребята. Вспомните мои слова по поводу того, что Фандер на этой карте ебет. Да. Единственный есть минус. Ребята, желаю вам удачи, болею за вас, естественно. Сейчас я расскажу о них. Сейчас другой команде тоже сам сказал. Бля, уёб. Нам нужно будет взять паузу, потому что мне... Фандер крип. Я понял тебя. Да, расскажешь, когда? Столб, да, я... Ставку, слушайте, я так понимаю, ставки не работают, ребята, ебаная жопа. Все сломали, ставки накрылись медным тазом. Ну что, Дима, насладимся этим противостоянием? Да. Отключаемся телефоны, блядь. Так вот, могу сказать еще одну хуйню. Давай. Что может сыграть не на стороне Эрика? Давай, давай. Команда, не вся команда знает раскидки на трейн. А вот у команды Синди, там, Бистиксы, все в основном играли, кроме Мапки, да, и они могут раскидки учить. Ну, точнее, делать. Есть планы, заебись. И это усложнит задачу КТ команде. Так что такие дела. Кто на ножах выиграет, Дима? Кто увереннее, бля, хлебушку режет, блядь? Ну, я уверен, что Чутбанит, он вообще готовит. Думаю, Чутбанит, бля, знает, как колбаску на батончик положить, да? Снова затащишь. А, нет. Все, отмена. Не, слушай, въебал, смотри. Ой! Какую же хуйню не сладкую ты писечку, уверен, бля, выебли. Сладкая писечка, бля. Почему ЧСВ, бля? Ни мага, ни ЧВ, ни сладкая писечка, да, раскидки на трейне. Ну, скорее всего, они не знают. Это верно! А почему у команды Ромы, Синди... Ну, парни, не работают ставки, бля, ну ебаный соус. С коннектора кто будет играть? Рома? Не работают вроде. А, тогда давайте я на зеленом могу сыграть. А, Рейдбол, от кого? А, от Кайна. Кайн, спасибо большое, братик. Блядь, сорян, блядь, я не видел, брата. Это, блядь, если что, уважение тебе реально сосал тебе, блядь. Просто, блядь, не заметил, брать. Смотри, все, первый раунд очень важен на трейне, бля. Потому что я так скажу, за атаку, бля, на трейне каждый раунд, блядь. А почему ты не бухой еще? Мапки, вернись, блядь. Смотри, играют дома, играют на шифте команда, бля, Эрика Шокова. Б, а Эрика, смотри, Бистик с двойными пистолетами. Ну, у него преимущество, у него как минимум два пистолета, дядь. Он спалит, да. И как минимум это Бистик, его не убить. Рома, смотри, он сейчас хуёвый тайминг стоит. Он сейчас станет чекать, да. Но от момента они уже все пройдут на верхний. Да. Он вообще не увидел и не услышал, по-моему. Ну, да, а тут не услышать, не услышать. О! Смотри. Майкин! Выскочил. Ой, бля, как не залетел-то. Нормально, нормально. Ой, блядь! Слушай, ну вышли на Б. Хорошо, еще. Ниша, удастся ли отжать? Один кот с ней. Один. Дефолт убили. Дефолт упал. За собак, сейчас Синди с Фандером столкнется. Хорош. Слушай, перестрелял Синди. Просто задавите у него. Слушай, тут вообще изи должно быть, смотри, он сейчас должен... Ой, как... Конечно, 10 хп, но это тяжело будет. Как мудро играет, смотри, как мудро. Дефусь уже, тварь! Рома ждет вверх. Да, да. Да! Хороший симплей был. Вот это хорошо сыграли. Очень грамотный, мудрый раунд, блядь, чуть-чуть не хватило команде Эрика Шокова. Бля, а мог такой хуёвый тайминг быть, слышь, братан, это просто пиздец. Да, да. А он мог, кстати, такой наебать и не пойти наверх, мог остаться там, и тогда бы совсем по-другому был. Он бы Серёгу убил, Рому бы не видел, и все. За собакой. Могло быть вообще пиздец, бля, понимаешь, братик. Так в нашей жизни бывает, может быть пиздец, может быть не пиздец. Дисбаланс получается. Да, дисбаланс получается так. Слушайте, смотри, они... слушай, много кентов идут в Б-дом. Смотри, сейчас Синди будет разбираться с читбандом. Легкий килл для Синди. Смотри, упали ВН. Лорд Суслик, паскуда ебаная, блядь. Он злаком, слушай. Потому что тут у нас кто? Сладкая писечка на лице у магии, блядь, знаешь. Зелень нас пропушили. Есть флешка в поп-док? Мапки, не будешь только до конца, может там остаться? Флешку в поп-док. А, даю. Все, уже Даня началось. А, я сейчас у пятерки будет файт. Смотри, сейчас у сейчас Бистикса. Эрик и пусть, смотри. Ой, да, смотри. Пусть шуканет. Эх, сука, Шоков! Смотри. Спускается ВН, судя по всему, смотри. Он с МПшкой. Не, передумали. Сотку смотрю.
Передумали. Ёбаный сырник, бля. Стрим-снайпер. А да, не, это дефолтная позиция, ребят. А передумали, слушай, судя по всему, под выход в сотку, смотри. Будут сотку играть. А, не, обратно в дом идут, слышишь, бля, там какая-то суета ебаная, бля. Они. Ну я у них в Дискорде. Сейчас скажу, что здесь передают. Не отдельно. Смотри, что вытворяет паскуды, бля. Они на самом деле не знают пока, что делать. Сладкая писька ебет! О, да соуса. Жопный пик! Где? Был, только что, Синди, но там никого нет. Оп! Хорошо. Синди стоит своего ХП, блядь. Лорд Сустер, берёшь или в рот? За 220. Бомба в пленту, тебя смотрит. Ой-ой, хороший хедшот от Макриска. Ой-ой, и тоже в пизду ловит чуть-чуть. Там два, у тебя граната, Витя. Найс! Ещё лох ХП, ласка. Второй под старый, имеет ЛФ. Эрик, сука, Шоков залетает. Шоков, Рома, Эрик. Эрик, бля, сука, падали, блядь, Шоков. Молодец. Второй раз. Я не вижу. Затаскивай. Змеёныша на базу, сейчас верну, ребят. Очень полезно. Мне, блядь, тендер. Напомните, да, чтобы я донаты чекнул потом, после стрима. Ну, ой, после, блядь. После вот этого, после матча. Что за игра вонючая, блядь. А у них это форс был или? Да, это был форс. То есть авика у них не будет сейчас. Может быть, почему? Я просто хочу верхний пик. Он мог ему стопудово дрог. Интересно, почему сейчас авик Шоков взял? А куда он пойдет с ним? Выход на! Аккуратно. В зелени поиграть, да? В зелени или что? Дайте стопудов. Ху его знает, короче. Похуй. Смотрим. Пропрыгнул. Так. Лучший. Ребята, всем привет! Извините, я стрим проспал. Бля, я сонный еще, пиздец. Я пока посижу, помолчу. Да ничего, ничего, змеёна же, блядь, с кем не бывает, я сам поутру пиздец, нихуя не могу сказать, блядь, давай, сотки отдыхай. Сотки два, зелень пиздец, конечно. Не пикайте сотку вообще. Был туалет. Я не пикаю. Лучше, всё, не пикайте АВП. Бестик суслика забрал. Слушай, а тут бай раунд, смотри, Эрик, сука, падай, ебаная, блядь, кто тварь, сука, Шоков. Но Эрик пока... Смотри! Ой, блядь, чуть-чуть не повезло Эрику, блядь, чтобы Синди трахнуть, блядь, выебать в ротик, блядь. Нару. Сладкая писечка. Смотри, кстати, сладкая писька в очередной раз скрывает Б-плен, бля, сука, как же Тендерли ебет вообще в КС, просто ужасно. Перетяжка сразу. Перетяжка ебейшая. Может сказать, она остался один Макриски. Знаешь, на трене очень можно быстро перетягиваться, это большой плюс, как по мне, согласись, бля. Смотри, как очень интересно, сладкая писька, бля, пробирается по верхнему, бля. Саут ждет. По верхней линии. Ну тут Death Souls конкретно засел, торчит только нос, блядь. Death Souls просто сидит, да, ждет. Еще и пудж здесь, слышишь, может хукнуть, так сказать. Слушай, они все-таки Б решают. Ну все, они разделись 2 на 2, поэтому. Все, выход. Смотри. Ой! Бля, пуш делает свой килл, тем временем Death Souls, блядь. Ебет в рот сладкую письку. Эрик Шоков, один остается. Ой-ой-ой-ой-ой, Синди. Синди, да, Эрика, сука, Шокова выебала, блядь. Нужен дроп на них. Змей надо Тиме. Бля, мне змеёныш нравится. Он вообще как бы ёсоп, но змеёныш так звучит мило, блядь. Так, Хорош марк. Хорош марки, блядь. В команде они начали разбор устроили полетов сейчас, кто куда стоит. А дай-ка я зайду в другую команду, просто ради интереса, блядь, знакомься. Фандер колет. Типа зелье можно пойти подраться. Просто подумайте обо мне. Сейчас будет зелень раш. Смотри, интересный момент, сейчас The Souls будет. Дает молик. На зелени он только Death Souls. Кто уходит с нее? Слушай, они не чекают. Да, не зелень, пока не чекают, потому что там молик, слушай, да я думаю, вернутся тем более, блядь, знаешь. Нет, уходит. Ты думаешь? Не, вот смотри, Death Souls возвращается, да. Учувствовал, блядь, запах пениса. Вот запах сладкой писечки. Сладкая грязная писечка. Флешечка. Я видела, типа. Так. Слушай, это так мило звучит, но знаешь, сладкая писечка, блядь, я не знаю, прям вообще пиздец. А! Ой-ой-ой, Макриски, Рома Макриски, а ты за... Да, ушел. Ты ебил, что себе позволяю? Это Роман Макриски, мы сейчас чекну дырочку между, дырочку, сладкую писечку. О, ёб твою. Смотри. Ой-ой, сладкая писечка, блядь, ее не законтролить. Это БПР, пошла инфа, сладкая писечка пролетает жутко вообще. Смотри, как интересно сейчас будет. Сладкая писька должна встречать его, по идее. Сладкую письку сейчас надо ебать очень жестко, блядь. Ставь шок. Где он? Где тоже стоит сейчас? Пока нет, но на подходе. Так, Эрик Шок. Ой! Ребят, хватит бояться. Ну тут Unreal затащить было. Слушай, мага заколил, что хватит бояться.
Да не, и это важно, вообще непредсказуемо. Вот смотри, Серега дал флешку, да, надо сказать, и отвернулся. Все стояли, бойся, ждали, мага просто взял, высунулся, забрал Серегу. Слушай, тут уже признание в любви признаются. А что мне делать, бэби, если я тебя люблю? Дал. Я дал. А ты меня любишь? Я посылаю, что поджимать и играйте сотку зелень. Мага ждет поджима. Дайте сотку зелень, который для чата, кто не знает. Кто не знает мага? Я могу кинуть между. Кидать, как сладкая писька. О, сейчас будет встреча под Белл. Суслик против Бистикса. Суслик, слушай, Суслик ебанутый сейчас. Ну это такой быстрый зверек, так сказать. Да, слушай, да, еще один стоит за электриком. Сейчас, возможно, выебут сыр. Лорд Суслик падает, блядь, ебаная, блядь. Вообще пиздец. А посмотри, посмотри на Рома Макейского, который ответит за атаки, блядь. Ты посмотри сюда. Ёб твою, да ну насмерть, блядь. Да не, нет, тут вообще чуть-чуть воротник и ебет Эрика, суки, Шокова, блядь. Они не корона, бро, не корона, бро. Точно не корона, бро? Не корона, бро. А вообще? Я калаш, посмотри за лордом Сусликом, он вообще, короче, непредсказуем. То есть ты конкретно сейчас уверен, что лорд Суслик — это один из лучших игроков галактики? Блядь, он один из самых непредсказуемых игроков. Нашего кластера галактики. Я Б поджима дал, я смотрю зелень поджим. Клав, змеёныш, выёбывай. Слушай, смотри, поджим зелень, лорд Суслик! Интересная ситуация! Вот то это, блядь! Он двоих забирает. Читбант уже выходит, занимает зелень, интересную позицию, вот только он с бомбой. Ой, сладкая, не это сладкая писька, блядь. Дилинь, говори, сладкая писька. Дилинь. Все, сейчас она еще и... Посмотри, что творит. Молодец, блядь, что сказать. Слушай, жестко. Ребята, пять чат. Вы мне дали? Слушай, Керит, Эрик, сука, Шука, Флорд Суслик и сладкая писька, блядь. Между, я дам Эликс. Эликс, который говорил, что Фандера карта, пиздец, он тащит тут 2-4 игры. Слушай, ну он колет. Это энергозатратный процесс. Давай, кстати, за ним посмотрим сейчас. Он очень за КТ хороший, я знаю здесь. Пошла жесткая раскидка, просто в небо набросал, типа шарит. О, да, смотри, сейчас интересный будет момент. Смотри, встреча какая. Без головы еще остается. Суслик меняется постоянно. Синди уходит. Слушай, будет дальше выход под Б. Синди будет принимать. А он авапер, насколько я знаю. Ой, ёб твою. Эрик, сука, Шока, бля. Пропустил. Ой, хорошая хаешка, хорошая. Надо убить, хорошо. 30 хп. Это важно, очень килл был. Сейчас дефолт и стоит сладкая писька, которая наполовину, бля, отъебанная уже. Ой, Фандер на верхнем, с ОП, слушай. Да, сейчас... да, да, и он еще с моликом, брат, а ты знаешь, за что можно делать с моликом на трене? Да, он сейчас это и хочет сделать, скорее всего. Окей. А, там смог, братан. Нет! Ой, попал! Попал, ну, блядь, ты дал. Ой, блядь! Рома Макринский ответ задать! Ой, блядь! Ой, там просто попал на 99! Еще и моликом промазится. Ну ёб твою, блядь. Ну, блядь. Ну ёптель-моптель, блядь! Ну что за хуйня-то, сука? Пятерку в чат напишите, пожалуйста. Что делать? Мои головы! Дисбаланс. Это верно, блядь. Мага говорит правильно. Нервы — это, блядь, твой враг в киберспорте, блядь. Нажмите shift, Возьмите кто-то бомбу. Ой, смотри, интересное количество скоплений игроков, смотри. Под зеленью, блядь, как Death Souls сейчас будет. Смотри, сколько их тут. Оп! Какая рубочка-то сейчас будет? Слушай, а не понравилось зелень ходить? Ну а что там, слышь, свежо зелено, так сказать. Дестаут? О, Грена пошла. На самом деле, в CSGO это уже не особо-то и зелень. Просто 1.6 она вся была, знаешь, кустарников всяких, ёбану. Там был ядовитый плющ. Давайте я смогу. Опа, ебать, слышишь? Хорошо. Ёжик в тумане, бля. А пусть Суслику, бля, просто в сыр навертел ему, ёпта, бля, на хвост, бля, натянул, на пенис, бля, намотал. Пойдем сотку сейчас сходим. Что за позиция у восьмерочки? Так, сладкая писечка, бля, до сих пор. Интересная вариация атаки выбирает команда Эрика, суки, Шокова, естественно. 3 сотка, 1 зелень. Принимать их будут рядом Рома Макриски, ответь за атать. Я дал еще флеш. Че, интересный момент будет, смотри. О, Синди! Не видел. О! Ой, ты. ЧБ хорош. Слушай, Макриски сейчас убьет второго, еще смотри, читбанда, я думаю. Сейчас Фандер заберет. И посмотри. А, нет, ну заберет. В этот момент! Сладкая писька! Играет. Сладкая писька. На шифте подойти. 2 в 3. Ай-яй-яй-яй. Там их двое, вот тут еще один Фандер, да. Здесь один.
И правее еще, вот перед собой. Я понял. Бля, он, как же тендер ебел с КС, вообще пиздец. Да, ему, наверное, сейвить надо, он будет ждать. Или нет? И он все-таки хочет поставить. Нет, тут сейв 100% надо, братан, тебе по своему киберспорте. Уже... Опа! Лучший фандер. Один там, да, далеко. Что он не знает. О! А тут-то? Death Souls, братанчик. Не, сколько он мог. Секунд нужно на установку бомбы? 4 бомбы. Ой, 4. 4 секунды, прошу прощения. Пожалуйста, ребят. А какой агент у Эрика, суки, Шокова? Сейчас скажу. 3,5 пишут. Они будут просто стоять 5 аст. Вот такой вот красивый. Один хотя бы. 3,5, да, пацаны? Как должно выглядеть? Просто прикольно. Мне вот это нравится, агент, пиздец. Ничего страшного. Ёб твою, уже своих пиздец, блядь. Слушай, Эрик, сука, Шоков сейчас с калашом. Ну тут пуч, ну пуч жаль, я думаю, для Шокова будет легко забрать. Ну тут смог, тут смог. Ну не факт, кстати, такая позиция, если он будет смог просачиваться, то не факт. Я думаю, пуч не проебется. Слушай, смотри, Синди тем временем поджимает соточку, а то сейчас она может интересную информацию собрать, смотри. Ага, все хорошо. Ты посмотри, сейчас что будет, смотри. Ой, блядь! Лорд, сука, суслик, блядь! Не, я говорю, суслик гений какой-то. Богатый уебок, блядь. У меня день так много. Моё бокоробка! Чтобы вы, ребят, понимали, мага тренировался на демке, блядь, с утра до турнира самого. Сначала там играл, бегал, что-то стрелял. Целый день тренируется. Вот они, результаты налицо. Да, мага заимпровался очень жутко. Он прям у нас смещает бистикс, будет встречать бэкплэн, три человека будут выходить нижний. Поехали. Выход пошел. Чуть-чуть накосил, вообще слабенько, слушай. Даже больше потерял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забирают? Оу! Ой-ой-ой. Хороший хедшот от Десоута, но... Десоуса, точнее, но... Но, блядь. Они... Ну, этого мало, блядь. Магомед сейт! Где щита у людей? Вот, братан. У каждого, вот здесь вот. Эрик Шоков решил поискать. Реально, Эрик, сука, Шоков вообще такой хитрый мужик. Не, не найдет, не найдет. Один зелень, один вообще между... Нет, нет. Нет, ребят, я не умер, все нормально. Все хорошо, ребят. Пять? Я просто сплю, отдыхаю, меня поймите. Все, заебись. Все нормально, ребят. Давайте, а дальше спать. Ребят, давайте, пока, блядь. Доброй ночи! Кстати, убийство не идет. Прыгать, пока что. Слушай, тут очень интересное будет взаимодействие с Десоусом. Смотри, что он делает. Он сейчас пушит. А, не, не пушит. Слушай, он слышал зелень. Не знаю, почему не сказал. 4 раунда уже, это хорошо на самом деле. Оп, видел. Да, смотри, интересно, а прошивается вот здесь вот так наверх, выебнул, он блок сработал? Не знаю, кстати. Бля, 5 хп. ЧБ забирает Синди. Ой, с таким АП, Серёжа, бля, выкинь эту бяку ёбаную. Ааа! Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, Пулча, будь встречать. Ой, Пулджа-то уже ебун, бля, в хребет. Мага просто на ноге выходит, посмотри. А, ну все, там бистикс остался уже. Один пофнутый бистикс, ребят, остался, к сожалению, бля, но его рот тоже будет отъебан, бля, в свою очередь, я думаю, бля, потому что... Вверх вниз с пистолетом, P250. Ну ты смотри, ты посмотри, ну. Ой, бля! Первый! Бля, найстрай, найстрай, если бы вовремя спрятался за электриком, еще бы этому завернул пиздюлей, блядь. В лавровый лист, блядь. В лавровый лист, блядь. Тут было бы заебок. Лавровый лист, блядь. Дай на ВП, не закупайтесь, Марк. Суслик, это каравай, нет, это мага. Слушай, ну страсти накаляются в этом, бля, полуфинале, ебаная жопа, ебаная спина, бля. 5-5, блин, как же тяжело будет Синди играть. Админ сразу живой, конечно. Ребят, вы что, вы не слышали, как он говорит, блядь? Как можно этого не понимать, блядь? Ну, посмотрите. Он на пиксель смотрел. А они все зелень ждут или как-то они так вышли? Ребят, да, я живой! Да, всем привет! Ай-яй, мага. Как же они легко выходят, а? Ну, у них эко-раунд, братан. Хотя, смотри, сейчас Десоло подбирает АВП, и он сейчас может сделать грязь. Ты просто посмотри. А он и делает грязь. Ты посмотри, что вытворяет эта паскуда. Один в один, ситуация! Сладкая писька против Десоуса! Ой! Сладкая писька! Я хотел Савика пикнуть, я зачем? Что делает Амина? Зайди к ним в ДС. Давай, там пиздец? Да, она кричит.
Я кричу, я, блядь, боюсь! Это мешает команде, ёлка так. А, всё, извините. Всё гучи вообще. Ебало закрыло, блядь, свою. Сладкая, стой, там стреляют, ребята, она сладкая писечка на уровне, сейчас керит команду Эрика Шокова, блядь. 60-й левел фейс, это боже. 60-й? 10-й. Да, сейчас смотрим. Смотри, вышли уже на аплэн, просто разносит кабины. Ой, очень какой-то непонятный раунд от команды Эрика Суки Шокова, знаешь, походу, знаешь, на эмоциях после такого тяжелого раунда. Да, которого они выиграли. Форсится постоянно. Походу они просто решили вылететь и отсосать, блядь. Нам могу АВП дать. Не-не, есть. Так, ЧБ нет денег, да? Полковник, можно обратиться в Дискорд громче? Слушайте, я думаю, просто в таких ситуациях там надо заваливать ебало. Потому что сейчас, в принципе, все нормально звучит, послушайте. Кидаю между. Заваливать ебало можно, когда там один на один остается. Да, мне кажется, это важно. В такие моменты. Или когда какая-то ответственная прям бомба там уже вот-вот взорвётся. Сходите, у кого гранатки есть, а мы пойдем под Б. Амин, дай, пожалуйста, бум. Смотри, интересный раунд, два кента сейчас под соткой, бля, остальные зелень укрепляют. Один ВН играет. Спокойно, слушай, дефолт на, я думаю, будет. 2-2-1, ебать. Ну что мне делать на зелень? 1-3-1. Сереги, а вот это посмотри, 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 а вот это посмотри. Ой, бля! Сейчас, смотри-ка, писечка спустя. Посмотри, бисик, смотри быстрее, нажми единичку. Да. Тихо, нашите. Смотри. Я первый выйду, фанер. Ой-ой-ой. Это очень хорошо. Это очень реализовал, я бы даже сказал. Либо сейчас коннектор будет стоять просто. Но промахнулся Фандер. Фандер, да, допустил небольшой мисс. Клик. Витька опять чуть-чуть подлагивает микрофон, у него какая-то постоянная проблема вечно ему. Да, но Витек предлагает какой-то там амбициозный план выйти и попробовать пикнуть и стрельнуть. Нижний со мной упасть. Смотри. Они готовы падать. Синди смотрит. Еле-еле коцает. Ой, хорошо, важный один килл. Ну размен сразу, сладкой писки! Давай посмотрим отыгровку этого раунда. Сладкой писки! Сладкая писька! Он с авиком, не блядь, что за дисбаланс, Амины, Слава? Дисбаланс! Что она делает? Она опять сейчас достала. Она же очень Синди ебёт. Клач затащит. Смотри. Ай-я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 й-
Вперёд. Ой-ой-ой, а что ж так? Антон, не писай так. Я в первый раз слышу, что фандер был. Да я думал, он прыгнет. Недоволен. Я уже зазумился, а он... Пиздец, бля. Ну, нормально все. Амин, помнишь, что говорил? Найс трай. У тебя сейчас азарт был. Нет, не азартик у меня был, я просто не знала, где... Азартик. Ебал бы, закрывали быстро и начали... Все, не ебёт, что было до этого. Съедомед успокоил, грамотно сказал мудрую вещь. Перейдём в команду Dead Souls, ребят. И послушаем информацию. Хорош, Мага предлагает рашить, кстати. Все, поехали, смотри. Такие-то тяжелые вдохи, знаешь. Блин, ну 7-6, да? Они очень хорошо играют. Как... Блин, да, нет. Ты играешь пока агрессивно. Слышишь, что они потом... Да, я... Слышишь кого-нибудь? Под Б не слышу. Слушай, интересный шарам, он будет смотреть, как, бля, стоит бистикс в упоре, бля, с эмкой, но на самом деле, если на широком все вывалится, ему пизда. Смотри, все! Оп! Хорошо! Еще! Оп! Забирать надо! Ой, надо! Прицел! Очертил прямо, увидел! Да! Ой, бля! И Витёк говорит, пизду тебя, эх, сука, шоков, бля! Вот так надо стрелять, говорит Витёк, и ебашит шоком в голову, блядь! Вот так стегла надо ебашить! Да, он просто показал ему, знаешь, бля, так сказать, мастер-класс, бля, в макушку его одной унес, бля, Эрику паскуду шоковую, бля. Бля, знаешь, не выдержал. Эрик Шоков, знаешь, мне между его именем и фамилией хочется стать, знаешь, какой там паскуда или сука, бля. Эрик, сука, шоковый, бля. Звучит так прикольно, бля. Смотрите, фас высадь на... Почекай зелень с ВП, Ром. Что-то... Вот смотри, Эрик, сука, Шоков, блядь, уже вышел между, бля, на Олфмейстере сейчас стоит, бля, будет промучиваться. Не удалось, Роме, не попадает. Смотри, значит, что будет. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь! Ёбаный сыр, блядь! Рома, под флешку Синди... Оооо! Сладкая писька! Она ломает кабину! Ой, блядь! Она троих ебёт уже в рот, блядь! Что происходит, блядь? Сейчас и четвёртого выебет ещё.
Бля, я не знаю, Амина там нахуй. Что, блядь, происходит? Подожди, я открою Дендерли Бэй. Ребят, дисбаланс. Где я просто убиваю, я не понимаю, как это делаю. Дайте USP, пожалуйста, я так говно. Сейчас прикрыть, бля, Амина с самураем пообщалась, блядь. Да. Он ее, так сказать, блядь, он в добрый путь ее достарядил, блядь. Программное обеспечение дополнительное. Я поиграю. Да. Я не знаю, куда идти. Я на вас играю. Так, смотрите, я играю коннектор. Нам нужно, чтобы плеер был. Все, Б есть, все хорошо. Пистолетный раунд очень важный, слушай, интересно будет. Давай послушай команду атаки. Не бежит никуда, просто сядьте на... Ликс, блядь, заебал, не выдавливай себя эмоции. Хорошо. Не буду. Смотри, сейчас интересно будет выход под Б. Выход под Б в пятером будет. А, он сказал, сесть нижний и подождать Синди. Но они расколил, ждут, да, они халдят, но знаешь, что минус этой тактики? Когда они в пятером играют под Б, может Кен, допустим, подпушить зелень. А, ну все, они выходят уже, они выходят, смотри. А возможно, потому что это не Амина вообще играет? Возможно, а кто? Они на пистолетку. Пока? Пуч, ну куда сидите, ты? Сидите. Пуч, сиди, он тебя будет... А что если это Пока? Меня справа убили. После секса. Потому что не надо под сайт открываться. Вернитесь нам, вернитесь. Ой-ой-ой-ой! Хорошо. Вот это хорошо сейчас было. Ну, нижний. Макритки выходят на верхний план. Макки, поставь бомбу. Сейчас писечка будет. Ой! Макритки, убивай сладкую письку. Размен пошел. Ой, Десоулс уйдет. Хорошо. Мало хп. Все, просто пожить, мамки. И один фандер против двух остается сейчас. Ну там два шотанные, очень шотанные сильно. Первый улетел, да. Ну что, про типа нета? Не фейкует? А он знает, что он фейкует. Диффузов нет. На самом деле ему надо было обезрезывать. Вот, ой, блядь, пиздец, а чуть-чуть не хватило, слушай. Было такое чувство, что надо было просто обезрезывать. Не знаю, сложно. Без диффузов всегда сложно до конца диффузить. Когда кап третий будет ждать его, не скоро будет. Будет, но не скоро. Вот прям было такое ощущение, что надо диффузить. Слушай, 20-9, Григорян просто делает жесткую грязь, Синди расколивает. Расколивает жесткие раунды. Все остальные летят в верхний. Какой диффуз без китов, он мог бы успеть? Шивы, нет, мог бы, да? Он мог бы успеть? Да. Выходи нижний бисер. Мапки, прям выходи, то есть широким страйфом. Ну это, знаешь, как, когда смотришь, легко говорить. Уже тут лорд Суслик, бля, уснул что-то совсем, бля. Мелтонин рассосал, бля, идти. Лучше, они, бы уже установили. Смотри, как лист быстро и легко. Слушай, вообще просто на изи вываливаются, ебут кабины, выносят, бля. Послушаем, что там сладкая писька сейчас, бля, говорит. Ой, бля, как же она ебет, ну просто жуть. Так я думаю, что стоило попробовать разефьюзить, они все побежали. Айсу, я тоже в ахуе вообще конкретно. Они бы успели, точнее. Старайтесь просто байтить на бомбу, вдруг взорвется что-нибудь. Аааа! Блять, да это не она играет, да она это, блять. Если сейчас фаста не будет, они могут либо сейчас... 16-11, ебет. Почему Серегу называют Григоряна? Слушай, ну это надо его родителей спросить, я не знаю, фамилия у него такая. Сереженька Григориан, бля. 10-7. А это пик команды Шока, да? Да, просто. Это пик команды Шока? Это пик команды Сереги Григоряна. Да ладно, нихера себе. Возможно, кстати, возможно. А может быть и нет. А что пикнули? Слушай, дай-ка я лицезрею сладкую письку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перестрелка какая-то очень быстро закончилась. Она очень быстро закончилась и очень нерезультативно для команды Сергея, бля. Десаус, блядь. Тебе слова Цезарь из Викитории. Айсу там пытается докричаться до чата. Это она, алло. Зефу покупается, не знаю. Она щиты вырубила. Возможно, бля, слушай. Поняла, что слишком много к себе внимания привлекла. Верхний я имею в виду на Б, вот туда вот, куда еще. Да, я иду. Ага. По лестнице типа подняться. Ну смотри, раунд под Б будет. Нет, стой, не пикай. Это быстрый Б раунд, смотри. А, не, встали, ВМ. Ой, смотри, сейчас сладкая писька будет выходить в бок, ебать это. Да, она ждет. Она сейчас увидит, наверное. Сейчас может быть очень интересно, посмотри. Будет чекать? Он упрыгал. Видел? Амина, минус 2. Ой, блядь! Что? Амина, я помогаю. Ебать и везет. Если бы она сейчас еще и Серегу забрала, я бы... У них, конечно, пистолеты там были, да, но все равно, тем не менее. Ебаные паровозы, нахуй! Паровозы.
Поезда, блядь. Что она делает? Как она это делает? Асу! Асу! Ебать, Фандер на мувик пошел работать уже, блядь. Мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Распекуем, говорит Синди. Давай послушаем ее. Ром, куда ты смог, знаешь, на А? Я смотри, если выходить с поп-дога, то он... Когда лампа против Virtus.pro 27-го, ребят. Давай, на-на-на-на-на. Ты хорошо играешь, успокойся. Бэйдите, все хорошо, бэйдите. Эрик, сука, давай, Шоков. Эрик, сучара, блядь, Шоков. И флешки накидай много. Я попробую нижний сразу убить. Так, ну что, у них сейчас закуп? Опять судим, что выход под Б. Да, смотрите, жесткие фейки. Синди, да, расфейковал, но смотри, ну уже сейчас будет Фандер, я думаю, оттягиваться. Сейчас тем более семерочка даст инфу. Да, Фандер, смотри, потихонечку стал. Не знаю, это суслики, посмотри. Ой, суслик! Ой! И Фандер еще убивать. Слушай, надо. Надо разыгрывать, надо сейчас разыгрывать, надо разыгрывать. Стояли, к сожалению, на. Бля, там. Слушай, один Синди остался. Один Синди остался. Молика нет, смотри, Молика нет, это очень плохо. О, блядь! Могло сейчас так красиво быть, братанчик, если бы она сейчас его ёбнула бы и ушла бы, дальше пиздец был. Психологический батл! 10-10. Баланса нету в игре вообще нихуя. Согласен, блядь. Дисбаланс, блядь, все вместе в чат. Эрик, сука, шука! Ты змея уж молчит, ребят, он устал, он всю ночь у меня маленький мой, блядь. Работал, меня смешил, блядь, веселил, ебать. Ребята, извините, пожалуйста, извините. Ребята, блядь. Он у меня молодец, у меня хорошенький, блядь, мы змеи, он уж, блядь, пиздюк, сука. Смотри-ка, они опять вы да, не слушай, они, походу, да? Играли быстро, блядь. А, нет, смотри. Опа, слушай, сладкая писька, блядь, в упор ебать. СП 90. У них получается, типа, выходить. Смотри. А, тут смог. Правильно сказал Синди, сейчас торопиться не надо. Именно сейчас надо разыгрывать преимущество свою, ебаная попка. Да, они все там под Б. Сейчас я думаю, что уже и Саныч потихоньку, наверное, перетягивался, нет? А хуй его знает. Жопный пик. Всю ночь души лудала, блядь. Им надо чуть-чуть пошуметь под А, понимаешь, братанчик? Я тебе чисто по своему, бля, опыту говорю, понимаешь? Мы сотку плюс поп-док. На самом деле можем до конца Б сыграть. Нет, он думает, что мы Б. Мало времени. Дисбаланс, какой дисбаланс, блядь. Смотри, сейчас будет жестко, сейчас будет очень жестко. Сейчас Макривский, бля. Рома Макривский отпить за... Ой, выкинете что-нибудь из поп-дога. Сейчас прощет, смотри. А, не прощу. Забирает Макривского. Блядь. Я вышла Б. Б чисто. Ой-ой-ой, Синди! Забирает Мистикса. Ой! Парь! Какой тайминг, правда? Он не увидел его! Кто? Фандер! Там такой тайминг был, брат! Коннектор смотрит вас. За ойлом. Лазла. Синий, там чел был справа. Фандер? Два нижних пушек. Эспандер, блядь. Ой, в голову, слушай. Смотри, опять Десаус, блядь. Десаус. Оп. Ай, блядь. Вот, сука, блядь, бот, нахуй. Надо продолжать так же. Шучу. Играть. Молодец. Пока получается. Я вышла на закрытый план. Слава, у тебя Logitech наушники какие? Logitech G-Pro Wireless. G-Pro X, естественно. У меня сейчас палка будет, я могу попробовать. Так хочешь навалить Димане в ротик, согласен, просто кулебяку сбросить ему под губу, блядь, знаешь, что он обрывает. Ну а чё, блядь, накормить тебя нормально, блядь, дерьмом, ёптой, блядь, жопным, блядь, кормом, блядь. Чтобы мышцы выросли. Больше не будет, два раза. Чисто протеиновым батончиком, знаешь, тебе нормально, блядь, чтобы ты прибалдел. Они понимают, что ещё должна быть. Как там это в аптеках продается, называется фигня-то такой? Гематоген? Да, гематогенка. Чисто гематогенка тебе, блядь, в ротик тебе навалить. Гематоген. Мне нравится. Блин, я никогда не приносил. Реально? Мне вообще не нравится. Мне нравится, прикольно. Вам нравится? Не, прикольно, вообще-то чё делать. Пиксель тормозов, блядь, насколько надо выше, ниже. Так балдёжно, он ещё и полезный, понимаешь, блядь. Ты знаешь, что он даёт? Кто? Кто, блядь? Хуй мой тебе, блядь, слышишь, блядь, что? Памперсы, говорю, блядь. Нет, что? Я говорю, что? Верхняя запушил, блядь, верхняя, блядь. Прыгает к тебе, идёт к тебе, убивай. Вот, подожди секунду, интересный момент. Пистик зашёл. Это хорошо.
Тиндер, счет 11-11, ребят, счет опять словно уравнивается, блядь. Это очень жесткий полуфинал, ребят. Мы сейчас наблюдаем, блядь, историческую хуйню, ебать. Ебать. Хорошо, Роман, блядь. Так вот, чел кидается смог, но не знает, как его чекать. Так что дает, он повышает, ребят, уровень, блядь. Гемоглобина в крови, блядь. Пойдем? У них сейчас переговоры идут вообще, что кто чего делает, они недовольны друг другом. Фейканем подать, имеешь в виду смоки выкинете? Да, мы выкинем смоки. А это очень важно, блядь. Да, просто повышать уровень гемоглобина, надо кушать там говядину и так далее. Тут гематоген, бля, заточил, ебать, и балдежи, блядь. Б, челнычка, это что такое? Плент? Да, так, писечка на Б вместе с... Дизмонов с кишечником? Про кишечник я не знаю, блядь. Блядь, что за пушу? Опять под Б играть собираются, да? А, нет. Бистикс с десаутом опять. Не, жопный пик делали, да, ну смотри. Никого нет? Ну они ушли обратно, дядя, они ушли обратно, блядь, понимаешь? Под Б, наверное, хотят, нет? Слушай, ну тут АБ железная защита, бля, они тем более в меньшинстве, ты хуй проползешь. Ну согласен. Хотя тут такие ганы, блядь. Ну хотя и такие ганы могут быть опасные, бля. Помнишь, как Бистикс, бля, наказал тогда, блядь? Да, да. Ну вот-вот, блядь, вот и я тоже, блядь, сперма ты ебаная. Гематоген еще делают? Из коров вроде делается, нет? Из спермы, по-моему. Уже... Из бычьей спермы, нет? Не мясо, нет. Сижу в рейд играю. Кидать заявку в план, если хотите. Не помню еще. Из бычьей спермоты прям. Там не было никого, дядя, чеком. Из крови быка, да, точно, из крови. Я же только засмеялся, блядь. Я смешно, паскуда, блядь. Что? И что, смешно, блядь? Не, я посмеялся над тем, что из коров, а там из крови делают. Подождите, нет, из коров. Пунту зумит. Он один в пунту, он один. Бусер на ЧБД, да я не против, друзья, блядь. Почему бы и нет? Дал флешку с фана. Черно фана. Был. На зелени вдалеке. Эрик, не оставляет столько шансов. За пунтом один с тобой пэр. Инди. Лучший, еще. Зелени, два коннекта. Зелени вижу. Коннектор, смотрите, я бы сгонял, побездил с ней, блядь. Надо бомбу ставить. Ну, ЧБД, что было дальше? Смотри, спокойно заходит на точку, блядь, счет 11-11, блядь, тем временем Макриски, Рома, блядь, ебет жестко, блядь, в сыр, ебать, сладкую письку, блядь, смотри. И оба под старым плантом играют, фандеры, блядь, только что заметил информацию, есть у него. Ой-ой-ой-ой, попадает в ладошку, блядь, в локоть, блядь, Сереге Десаусу. Ой-ой-ой, новогодний видит, смотри, получает новогодний информацию, видит. Заметил. Но тем временем Рома Макриски, блядь, СВП еще будет жестко выпикивать. Смотри, ой, падла, сука! Видел, тварь, вот тварь, блядь. Вот тварь, блядь, вот сука, блядь. Хорош. Не получится. Последний фандер, смотри, да, под старый. Ой-ой-ой, все-таки зацепил, слышишь? Рукав зацепил, блядь. Серега хочет отобрать АВП. Прибежал. Брат, пиздец, синий начальник своей команде, блядь. Слушай, я думаю, у меня там самые большие яички, блядь. Не получилось отобрать у Сереги АВП. На самом-то деле, блядь. Тут там такие мякушки, блядь, не сидят, нахуй. Хлебные, блядь. Мапки, не ходи вообще на зелень. Фастбелли, Тим. Смотри-ка, она просто управляет ими, друзья. Управляет. Да, давай так же смоки сделаем. Вы понимаете, блядь? Потому что кто там может управлять, блядь? Мапки, блядь! С его, сука, перепелинами, блядь. Сари под Б, хотя делал 12-11 в пользу команды, блядь. Дэ соуса, ебаная жопа. Ну сейчас тяжело будет, сейчас, скорее всего, раунд будет забить, потому что они на калашах. Интересные смоки, давай посмотрим, у кого он летит. А у команды Эрик вообще ничего не слышал. Слушай, по-моему, сиськи падает. Фандера только броня. Чуть-чуть не долетел, ладно. Выходите, Б, да. Кстати, если он сейчас делает несколько тюрьмы. Смотри, лорд Сустык, блядь, сейчас будет отъебан, блядь, просто гурьбой, блядь. Подожди, он о нем не знают. Да прочекай, дядь, ну смотри, ты че? Оп, и все, блядь. Ну ты че? Ну это опыт, братанчик. Смотри, фандер единственный. О, Эрик, сука, шоков, паскуда! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 3-3 ситуация! Верхняя. Замечает Рома Макриского, блядь, слушай. Ну это единственный человек, который есть ганный пока, хотя. ЧБ Синди встретится. ЧБ Синди. Ой, блядь! У меня молик был, если что, возможно. Слушай, у Сереги Григоряна сейчас есть молик, он заходит в спину. И фандер! Два ниже. Это... Нужно молик дать! Нет! Господи, это вообще, слышишь? Они, бля, это очень жестко. Ебать, под ебаный сырник, бля, ебаный Григорян, блядь. Брат, покажи сиськи на карте. Ребята, вы что думали, бля? Вы думали, он реально на сиськи, бля, закло заложил прям. Давай дроп. Аминки, что ли, бля? Да нет, конечно. Меня. Ну, смотри сам. Я заберу. Смотри, Макличка играет с АВП-листой в команде, остальные все играют там с ебаными... А, не, взяли ганы, блядь. Хуёвый бай, хуёвый бомжатский, но есть всё-таки, блядь. Сейчас посмотрим, что он вытворять будет, дурачок этот ебаный, блядь. А это зелень, Слава, судя по всему, это зелень. Возможно, дядь. Смотри, если, кстати, звонили из Сбербанка, пытались меня наебать, типа из Сбербанка. Паскуды, блядь. Смотри, Бистикс Шоков. Бистикс Шоков, что это за коллаборация, блядь? А, вижу. Ой, блядь!
Эрик, сука, Шоков, блядь! Отвлекся. Ой, все, отлетел Эрик, сука, Шоков. Но тем временем, смотри, Фандер убивает Синди, еще начинает прошивать, блядь. ВН! Ёб твою, братанчик, а че он отвернулся, блядь? Не хотел видеть этот ужас. Как его ебут, что ли? Там галёк от того где-то был. Селенка. Блять, я весь обзевался нахуй, что за хуйня, блядь? А, Макривский будет выходить сейчас на лорда Суслика. Смотри, сделай семерку, семерку. Или двойку, сейчас, сейчас будет встреча. А что мне делать, бэби, бэби, если я тебя люблю? А, нет, все, Мага, Поле Рома попал Фандеру в ногу. Эх, сука, падла, Шоков, блядь. Лучше бы он его убил, конечно, потому что это... Панда? Все не знают о них. Братанчик, а что мне делать, бэби, бэби? Скажешь, когда... Ну смотри, а в их по Б будет Лорд Суслик, будут они встречать дурачков этих ебаных, блядь. И сейчас будет очень интересно убрать их, блядь. Фандер, слушай, Фандер сейчас в хорошей форме, уже 25 киллов. Ром Макривский, блядь, жесткая пересиделка с Фандером. Роме не везет, Роме не везет, он два шота. Им бы поставить бомбу, слушай, потому что у команды КТ нет смоков, а у... Ну, уже Григорян не существует. Рома, хорош! Один в два. Ему бы молик забрать, ему бы забрать два, молик. Два. И время еще. Ой, блядь. Тут сладкая писька уже летит просто. Ой, блядь, надо убегать. Убегай, 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 убегай. Хорошо, фу, хоть убежал, нормально. Молодец. Молодец! Рома убежал. Давай послушаем кол, давай послушаем кол от Синди на этот раунд. Я попробую поискать. А, да, только мне что-то надо взамен, у меня вообще нет денег. Давай дигл дам. Не умирай, подберешь, если что. Да, окей. Вруби команду Шока, это без проблем, ребят. Давай, сейчас там у них интересный камбэк. Они вообще на спокойном, ребят. Потому что они знают, что... Я там слышу. Нет. В команде Сереги двое человек на диглах играют, на пистолетах. Я думаю, ооо, все как разменялись. Слушай, ну Фандер убили, это хорошо. Да. Двадцатка. Откидайте. Смотри, Синди спокойно стоит, соточки жестко, жестко откидали сотку. Команда Эрика, суки, Шокова. Смотри, слушай, тем временем, а где восьмерка, где восьмерка? Она подпушила уже сотку, смотри, сейчас даст инфу, то, что ребята перетягиваются в сторону Б. Ой, блядь! Виктор читбанет! Рома со сладкой писечкой сейчас столкнется. Вверх-низе, да, бомба вверх-низе. Не столкнется. Не столкнется, но ты посмотри, то что, блядь, как же Виктор ЧБ ебёт. ЧБ, с днем рождения, ребята! Оооо! Все, они на двух выйти. Так, 2-2. Смотри, 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 смотри. Постарай, 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 постарай. Блять, живи. Ой, ты ёб твою, ты че? Забирай. Инфа есть по последнему. Рома чуть-чуть завертела, блять. Вот так, да, стоит. Есть инфа. По Синди есть инфа, но это очень старая информация, братик. Ребята, послушать дать. Давай, давай, послушаем. Тишина. Б? Похоже. Просто флеш скинул. Ооо. Один в один. Шифтом иди, шифтом иди. Про игрок против самого непредсказуемого игрока. Коннектор, да, да. Уже, на. Да, послушаем. Послушай, где она будет. Слушай, у Синди очень большой опыт отыгровки таких клатч раундов. Что может дефать до конца? Блять! Что? Оооо! 13-13, Синди! Да, Диэла! Бля, я обосрался, пиздец, бля. Бля, Мага очень хорошо перевелся, и Синди не дает забрать. Пиздец вообще, молодец, просто Танюха ебет, шутка, блять. Дайте поработать мне с Авиком. Дайте поработать с Авиком. Дружи, здорово. Трахну их в пепку. Поехали по деньгам сейчас. Давай перейдем в команду. Фандера и посмотрим за Синди, что она сейчас будет делать. Даже интересно, да, Мага дал фу, то что есть под Б. Она будет осторожно с ВП просто распикивать потихонечку. Вверх-низ, вверх-низ. Под Б, под Б. Синди до сих пор, слушай, стоит, как будто зависла, бля, хуй ее знает. Маги инфа пошла, по маги Мага дал инфу, что под Б, но... Баланс ебейший, бля, баланс в ресурсе, ребята, бля, баланса хуйня, ебать. Это вам все баланс, блядь, не какая-то хуйня, бля, понимаете? Не видел вверх. Сотка. Констатируйте факт баланса, пожалуйста, ради бога, прямо сейчас. Давайте на... Ну и сотку чел вернулся. Бейс.
Ну, блядь, о, кстати, посмотри, царя, посмотри, царя, посмотри. Царя, Эрик, царя, Эрик, сука, Шоков дает очень что, важную информацию. Рома не знает его. Рома не знает о нем, по-моему. Он знает его, они общались. Здесь не может быть. Я жду сотку. Ты посмотри, какая хуйня, какая встреча будет, братан. Ну, Рома захочет пикнуть там соблазн или хотя бы посмотреть даже, что там вообще происходит. Хотя бы, но... знаешь, это то же самое, что, знаешь, глянуть, блядь, в душе, блядь, да, своей девушке, да. Он тоже ждет, вдруг там сладкая писечка будет. Чел, нас конечно, блядь, может очень хорошо подфартить, мало ли он сейчас, блядь, сладкую писечку, они, блядь. Они ждут время. Лизнет. Да, Рома пошел, все, не сдержал, смотри. Нижний, 10 хп. Нижний еще. А тем временем выход на Б. Ой, блядь! Выход на Б, мага. Ой, выход на Б, тем временем. Еще Б. Ой, блядь, паскуда. Ой, суслик. Смотри, какая падла, блядь, ёбаная. На пунте у тебя, на пунте. Смотри, смотри, какая паскуда, блядь. Ой, тварь, блядь. Ёбаная, сука. Блядь, мага хорош. Это пиздец, блядь. Какая же тварь, ёпта, блядь. Я говорю, мага вообще не читаем, ребят. Мапки, не торопись с бомбой, хорошо? Еще один дом. Мне надо убить Фандера просто и все. Каждый раунд сидит там, не чекают. Ну вот так вот, ребята, вот так вот. И доводим до допов. Слушай, эко-раунд от команды Сити. Сейчас я приду, баклажку воды возьму, ребят. Думаю, ничего интересного не пропущу. Я думаю, они как раз добегут до точки, блядь. Дима ваншот. Дима камшот. Слушайте, ну такая человая атмосфера в DS у Эрика, на самом деле. Они вообще, они на позитиве играют. Дима Ликс! Да. Так, ну что там, двое на зелень идут, трое. У вас под упором. На красном вагоне. Пушим, так, они решили просто сыграть пока по позициям и подождать. Особо не рискуют. Серега уже вверх. На всякий случай осуждаю все, что здесь происходило. Не поддерживаю. Так как я являюсь партнером Твича. Все. Все плохое, Серега я... Серега занял не одобряю. Только хорошее. Забирай ЧБ. Лучший. Где убил? Хорош. Ну, на ближнем вагоне к вам. Все, хорошо, 4, вижу. 5, но Эрик очень лоу. Зелень, пошумите, зелень, пошумите. ЧБ, к сожалению, с нами уже нет. Посмотри, посмотри, кстати, слушай, сладкое. Давай оценим скилл сладкий, писки, блядь. Попросил Синди прям агрессивно мапки уйти. Ой, блядь! Она просто в соло делает эту игру. Сергей Гагарян, его яйца уже размякли. 14-14. Ой-ой-ой, Фандер. У вас один будет. Фандер из группы Imagine Dragons, блядь. Ой-ой-ой, а кто у нас здесь? Тут у вас лорд, паскуда, тварь. Сука, шлюха, суслик. Лорд суслик опять в нечитаемой позиции. Хуй знает, где сидит, но постоянно неожиданно. Смотри. Привет, Мистикс. Катушка, на... Слушай, мне тут в чат написали, пишут, Ликс крысы оказался запретку и ёбнул. Ты, блядь, ты видишь, что мага делает? Блядь, ну слушай, мага вытворяет что-то ебейшее. А после этого турнира мое впечатление о маге полностью изменилось. Раньше для меня он был просто человеком, который, Слава, блядь, а правда, что иногда мог взять мой пенис в рот. Да, совершенно верно, совершенно верно. Охуеть, какой слабый игрок, блядь. Я не знаю, как эта сука так, блядь, готовится. Не, ну он на лоутабе, на самом деле. На лоутабе, у него 19 киллов, ты удачки важные киллы, посмотри. 4 звездочки это, блядь, капитан, блядь. 13-15. Это пиздец, блядь. Я ему Ликс перевел. Да что, удали трансу и все. Правда, блядь. Дима, расскажу, допов не будет, напишу, что не сбаланс. Про кого говорить? Кинуть флешку с этого? Или кто? Слушай, хуёвый, очень хуёвый бай, очень хуёвый бай. Давай перейдем в команду Тендерли Бэй и Эрика, сука, Шокова. Стоит. У нас тут робот читбанет. О, Эль Серго, брат, спасибо тебе, каждый день мне сапки даришь. Спасибо тебе огромное, братан, просто ебейшее количество салат. Выше, выше, выше. От души, братан. Они просто там прошли. Синди просто вырывается, а в соло ну, реально слушай, старается пусть, сделать игру. Смотрите, сейчас линии будет. Ай, блядь. Нет. 3-3. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Эрик, сука, паскуда Шоков, блядь. Скорее всего. Но 2-3. И верхний. Жду 100. Ой-ой-ой-ой-ой! А вот тот самый путь, но... Махарийский 1-2, он уже вчера повторял успех. На синем, зайка. Видишь? Ааа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 аa Я же говорю, что Рома вообще... Бля, Рома такие раунды тащит.
Медленно зелень. Как же он ебет, а? Хорошо. Ты посмотри, у них денег нет, бля. У них хуёвые бабки. Им сейчас главное не допускать тех ошибок, не умирать на Б от магии, бля, с его ебучим дробовиком, блядь. Это пиздец. Ждите зелень, зелень, ждите, будет пушить. Да ну нахуй, я себя в рот ебал, бля, не поверю в эту хуйню бы, блядь. Если бы сам бы лично не увидел, блядь, если бы ты рассказывал. Индик крадется под Б. И сейчас лорд Суслик, вот смотри, он сейчас выскочит опять. Хуй его прочтешь, есть такое ощущение. Лорд Суслик, падаль, ебаная, блядь, понимаешь? Вот опять Синди на Б лезет, да? Вот смотри. Я ушел, он сейчас ждет. Понимаешь, они очень осторожно играют. И тут самое главное не пересидеть. Нельзя, потому что, да, вот тут, знаешь, самое главное, ну, не начать прям долго вот всю эту дрочить, вот эту хуйню. Ну, иначе потом придется быстро действовать, а это чревато ошибками. Конечно, всё, бля. Идет Синди на Суслика. Ром, смотри, сотку могут пожать. Смотри. Найс, да, блядь! Да, я за красивую игру, я за овертаймы, блядь. Тише. Ой, блядь! Ой, блядь! Сладкое! О-о-о! Найс! 4 в 2. Давайте, да, у них шоков на зелени будет делать. Найс, блядь! Найс, блядь! Что за хуйня? Что это? Что? Что, ёбнулся? АВП старый плент. АВП старый плент. Пробуй бомбу под меня ставить. Блять, если они эту игру выиграют, эту хуйня в историю войдет, блять, в музей киберспорта, блять. Это просто пиздец, вы представьте, блять, ну насколько это морально волевой, блять. Дробовик, 96 жизней. Нет, это невозможно, это невозможно. А что если? Это невозможно! Но вдруг... Сука, невозможно, блять! Это пиздец, друзья. Пауза, команда The Souls просит. Это просто пиздец, дамы и господа. Это легендарная историческая хуйня, блядь. Ебать мою вонючую лохматую жопу, блядь. Он хочет задефузить, похоже, втихаря. Зелень нет. Че он стоит? Я не знаю, что он делает в ластовом раунде. Не, какой нахуй ниндзя дефьюз в ластовом раунде, ребят. Это импосибл, блядь. Паря третьего лица, может, еще сверху, блядь, как стратегию, блядь. Не, ребята, это хуйня, бля, ебаная жопа, бля. Небольшая пауза, ребята, команды Макриско, давай послушаем. Синий дает моральное наставление, давайте послушаем. Там так чела зачитала, это пиздец. Хороший. Где баланс, лайк? Хуй знает, ребят, дисбаланс ебаный. Дисбаланс вообще жесткий. Надо расфейковать. Заебай ее допы эти, слышишь? Ага. Я находил фраги, это просто невозможно. Послушаем команду Фандер, что он сейчас говорит. Никогда ни разу не вышли, они делают только выход Б. Я оставляю двух на Б. Это факт. Ну, все равно челы идут по Б, а я не могу. Это факт. Потому что это и так жирно, потому что если не на выйду, я не успею перетянуться. Это факт, друзья. Там расставляет команду. Можно М-ку? Вот ты играешь с такой М-кой? Там Скруджи написал, что он своим стаком готов выебать всех. Просто залететь, Бристол внести, не бать, да? Чтобы все писали дисбаланс, да? Короче, да. Я понял, братья. Посмотрим. Посмотрим, я не просто знаю, в каком формате я буду собирать. Давай. А я пойду за зеленый тогда. Вот, я... Не, подожди, верхняя... Подожди, я сейчас один на Б буду играть или со мной? Брат, спасибо тебе за эмоции, я только чат читал больше. Бля, ребята, если еще будут чат читать, мы и так, мне кажется, с Диманом многовато пиздим только иногда. Смотри, верхний, Амина уже вставала несколько раз. И это то есть мы же стараемся, чтобы вы слышали дискорды. Смотрите, какой раскол жесткий. Ликса, потише, блядь, можно, я молчу уже минуту. Куда мне, блядь, в себя говорить, что ли? Минус 2, как это работать должно? Ну, а почему бы и нет, брат? Не, я могу тебе дать, если ты будешь с ней лучше отыграешь. Не-не-не. Ну просто там же... А что мне делать, бэби-бэби-бэби-за, я тебя люблю! Стараемся, ребят, стараемся, ебать, киберспорт, он время демонстрирует профессиональное комментирование, блядь, из нашей студии аналитики большой утки, блядь, большого члена, блядь, ой, шлема, блядь. По таймингу смычок отпускай, и все, и халди смог, все будет. Чуки, играйте хладнокровно, надо вести. Жестко, Бистик свертится, смотрите, как у него луч, это, циклоп, блядь, смотри, как у него луч за ним, из глаз у него хуярят. Просто пополам вагонный, бля, разруливает, бля. Ебать, оператор, а вы что думаете? Как вам такие камеры, смотрите? Смотрите. Смотрите. Это я делаю! Очки, типа. А как там делать такие боковые какие-то камеры? Сейчас есть? Берем 3 раунда за КТ. И за атаку добьем. У нас атака лучше. Ой, бля, я как-то язык сменил. Мы сегодня в 20:00 играем и Вилона 2-2. Я с тобой фан. Бро, нельзя говорить никого. Осуждаем. Ты со мной? Так это фильм такой, да. Есть. Ну пиздел. А, понял. Пиздешь. Я просто не смотрел. Не поддерживаю Эрика Шокова. Осуждаем. Канал Эрик Шоков. Ёбнутый, да, все, я готов. Антон писать? Да. Не понимаю, что у него.
У Эвелины, наверное, он сказал, блядь. Ну, Эрик, да, конечно, пиздец, блядь. Нормальная девчонка там есть одна, блядь. Нам главное взять два. Такая она, конечно, блядь, очень странная. Со странностью, чуть, ну, ебанушка такая, блядь. Но в целом нормально. Я её возьму. Даже если первый, ну, можно поиграть с ней. Ну, весело, почему нет? Если поехали. Первый. Показываю жесткие камеры, готовы? Ой, блядь. Итак. Слушай, а чё, почему это суслик писечкой ЧБ взяли М-ку с глушителем? В чём прикол? Хочешь буст, иди сюда, Сережа. Залезай на меня. Интересно. Суслик с писечкой взяли М-ку? Да, почему они взяли М-ку вот именно с глушителем? Слушай, прям. Это на самом деле выбор на любителя, то есть, как бы, ну, просто так совпало, слушай. Не, а, хотя хуй знает, не знаю. Не, ну, наверное, поменяли, я не знаю. С верхнего спустился на нижний. Может быть. Не обращал внимания просто. 2Б играют. Могу выстрел сделать. Сделай. Смотри, слушай, какая ситуация в зелени, блядь. А, тут буст, тут сладкая писька стоит одна. 2Б играют. Не, ну все, тут сейчас аккуратная игра прям идет, прям аккуратная. Ебать забавно. О, смотри, слушай. Серегу посадили, сейчас минус пандер будет. Не ошибаюсь, они хотят пикаться. Сейчас, подожди. Минус пандер будет. Еще бы. Снимает пандер. Ебать, так осторожно прям, видели? Да. Прикольно. Слушай, смотри, Макриски проходит, тут сладкая писька одна, бля, ожидает его, ебать, готова отсосать его. Пуч, вернись ко мне. Он залез в плент между просто. Пуч сейчас на хосте побежит. Пунч. На А пойдем или нет? На А пойдем. Синя, давай сыграем? Давай. Дай смок нишу. Слушай, тут такой пот происходит. Вообще, как будто я смотрю, бля, мейджор. Идем на А, пожалуйста. И не лейзер, бля, мажор, турнир, бля, по CSGO. Оу! Чуть у Рома не залетела. По стрельбе сладкая писька еще. Ну, ее караулит Сергей Григорян, друзья. Не попадает. 2-3 ситуация. Слушай, Эрик, сука, паскуда, шоков, блядь. Не, ну пачка. Тут. Пачка должна спокойно ставиться. Ой-ой-ой, видели сладкую письку. Далеко, спрячься, Пуч. Слушай, интересный момент, то, что Эрик, сука, шоков заходит в спину. Ну, да, заходит. Ну, его тут ждут. И главное, чтобы не было хуёвого тайминга. А, уже не ждут. А, нет, ждут. Ой, блядь! Минус Синди. Смотри. Блядь! Ой-ой-ой, что... Он еще и фулл флэш не смог ёбнуть ее на перетяжке. Хорошо. А что она не диффузит? Правильно делал. Бля! Бля! Эндер не ебет просто! Бля, я не знаю. Она не фейкует, бля. Я не знаю, она просто игру кэрит. Хорошо, ребят, мы выиграем. Бля, что? Ты перейдешь мерзкий. Кто позволяет себе, блядь? Тендер Рибей! Блядь! Сука! Баклажку уронил нахуй! С водой открытой? Да! Ты смотри, чтоб она вообще в провода налетела, подожди, блядь! Ты смотри, не наступи! А то ебанет тебя нормально. Ой-ой-ой. Где? Тормоза, он просто залез на них. Нам надо медленно играть. Да, он переиграл, то типа он залез на тормоза. Бля, ёбаный терияки, блядь. Итак, они уже 5 в 3, уже минус 2 человека. Крадутся в зелень Бистик с Макривским. Их здесь будет встречать сладкая писечка. Но она не увидела, отошла. Не знают они о них, а вот сейчас узнают. Слушай, у меня провод от VR намок, я надеюсь, он не сломался, нахуй. Ну, провод, если нет, концовка, не знаю, ну попробуешь. А, тут он может меняется, я не знаю. Ну, короче, нормально все надеюсь. Бля, ёбаная баклажка, бля, ссанная, бля. Мапки будешь играть побольше. Нормально, возвращаемся, ребят. У меня ж, бля, Йосов слетел, нахуй. 3 в 4. Он, очень аккуратно, не хотят ошибаться, но время-то играет на руку команде Шока. 40 секунд остается. Да ну, бля, чё вы пишете, бля, не пиздите, я все вижу, бля. Килобайты летят, ёпта. 3 в 4 ситуация, слушай. Преимущество, конечно, на стороне. Слушай, тут еще сейчас есть информация, то, что Б никого нет, Лурсуслик занял удобную позицию, блядь, 3 игрока будут подав встречать их. Ебать, Ром Макриски ответь за тать. Хорошо, убьешь! Найс! Рома, видишь? Снимает Эрика, 2-2. Ой, блядь, какой мисс, Фатфандера! И выход в финал, лорд от Суслика ебаного, блядь. Играйте 2 сотка, бомба под вас. Наши тещи просто... Слушай, Пуч не сыграл. Им надо, конечно, сейчас умирать просто, нельзя 100%, смотри. Мага. Ой, мага. Ой, блядь! Я к тебе.
Ой, блядь. Беги, беги, блядь! Пуч или мага? Не дефузить, не дефузить. Не дефузить. Наверное, ты успел бы. Блядь! А? Успел бы, наверное, за первый раз. Хорош, хорош. Блядь, я ошибку сделал. Зачем? Хули не показывай дат, я после игры вырублю дат. Пуч понизил после игры. Оказался в данной пуч катке. Пуч пиздец, ебёт! Давайте паузу, да, давайте паузу. 7.25, но не, очень что, полезная роль. Не, мешать, красавцы, не, они молодцы, вообще прям достойно рубят. Я же кричу на стриме. Слушай, стоп, 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 мапки, дай дроп, Серёжа. Мапки, это легенда, как сказал Егор. Купила по мапке? Это легенда. Это факт. Лучшие просто, потные суки. Потные да, суки. 16-16. Слава, где баланс? Ну, дисбаланс полный, ребят. Так, ради бога, ребят, сейчас у меня еще игра свернута. Подождите, я донаты на всякий случай вырублю как заранее. Как думаете? До какого будет счет эта игра? Сейчас, аккуратно. Когда зелень, закончится? Подождите, не ходите, пушить зелень. Да, я... Не ходите кушать в зелень, блядь. До 18 думаете? О, полетели донатчики. Мне кажется, долго будет. А что это в раз? А, это вчера, такая норма. Нижний 2. 5 игроков. 5 на 5. Все живы. Ой, брат, я не знаю, честно. Это, я думаю, не ко мне. Это к Егору Криду. Я не знаю, я с него точно не могу сказать. Выруби. Хорошо. После игры послушаю. А ты в каком дискорде слушаешь? Ты кого слушаешь, Эрика? Не, я сейчас в дискорде у Десаута, потому что они за атаку играют, они больше действий обсуждают. Что у них за атмосфера? Потому что сладкая писька, но у них такая продуктивная, прям рабочая, я бы сказал. Сейчас я спущусь в дискорд, получается, ЧБ. Они выпнули двое на меня, через верхний. Выебали двое сладкую писечку. Да, слушай, они... Они жопным пиком, да. Против жопного пика надо, конечно, другую позицию взять. Я же... Ой, стикая позицию лорда Суслика, ты же в курсе, да, что отдача нет за дробовика? Смотри, смотри, что будет. Заход на Б. Нет отдачи? Не будет? Ну посмотри, что будет. Верхний есть. Бля, где лорд Суслик? Я потерял его. А, вот. Смотри, да, смотри. Да. Смотри. Ой, блядь. Двое нижних. Ой, блядь! А это падла, не он забрал, блядь! Фандер. Не он, но все равно, бля, прикольно. Смотри. Не открывайте лорд. Блядь, жестко Фандер разнес в этом раунде. Чуть-чуть не хватило смоков. Опять Рома остается. Блин, на плечи Ромы ложится очень ответственная роль последней игры. Слушай, ну возможно, он эту роль. Надо тащить. Он эту роль сейчас в очередной раз реализует. Знаешь, не зря же она ложится. Хотя время уже, посмотри. Смотри. Оп, одного ебашит. Второго ебашит. Третий! Блять! А призвал сейчас сверху стоял бы открытую. Бля. Найс трай, блять! Такой бред делает. Я вообще, мое понимание игры просто вот. Не имеет значения, что не делать, просто играй. Это ужас. Ну-ка, что команда Десаута говорит? Энтер. Сейчас у команды Десаута в дискорде? Попробую зеленого сыграть. Да. Нет, я у Фандера. И что там вообще происходит бы? Они, не, у них очень все спокойно, они расставляют друг друга, да и все. Давай. Выиграем первый раунд, все. Выиграем зелень. Да, вылетайте. Слушай, Фандер хочет какой-то сейчас сделать интересный мув, он хочет вылететь на трейн. На трейне, он уже на трейне. Но я имею в виду вылез. А, да, ой, хорошая. Слушай, хорошая позиционка. Смотри, как разваливаются все. Да, две АВП, они взяли на... Три АВП, блядь! Ну да, три АВП это. Или две АВП. А, три АВП, да, было, по факту. Макривский, Синди. Ой, блядь! Просто в кроссовок отъебал Эрика, суку, Шокова, блядь! Это пиздец. Лорд Суслик. Ой, смотри. Бля! Хорошо. Ой. Фандер разбился, видел? Слушай, ну смотри, в отличие от команды Макривского, короче, Эрик, они выбирают более агрессивную стратегию. То есть они не тянут, они сразу куда-то вываливаются. А это да. Они наоборот спокойно, они ждут. Мне больше нравится медленный стиль игры, я тебе сейчас скажу. Он зрелищный смотрится, понимаешь? Там раунды более такие цельные прям получаются. Они типа инфу собирают, а тут сразу вываливаются и все, это опасно. Ой, в коленку, блядь, просто чашечку коленную вынизу, блядь, Синди. Но она как хромая убегает. В 2 АВП играет КТ-команда. Щит за Эрику, сука, Шокова. Ребят, что вы понимали, сейчас определяется участник финала, блядь. Тот, кто будет играть в финале. Понимаете, это не просто, блядь, матч какой-то. Это один из участников финала сейчас. Я пропрыгиваю. Идите оба, вдвоем по праву идите, Не топайте, я справа уже. Ой. Ой, блядь, тварь! Хорош.
2 в 4. Ой, на зеленом сверху бывает. Слушай, вытворяет, блядь, это с мапки. Тем временем Эрик, сука, Шоков, блядь, вышел на Олаф Мейстер. Вообще активизировался. В нужный момент. Не видел радио, я иду к тебе. Может, выиграем сейчас, погоди. А что в этот момент делает Фандер? Да, они вдвоем вместе будут играть от соточки. Ну, тут без шансов, тут без шансов. Серега забивает гвоздь, блядь. Опа, Эрик, сука, Шоков, первый килл, 3 в 1, все 20. Но нет, Ром Махрицкий ставит жирную 18, точку, блядь, в виде капли с первой, блядь. На оп, Эрика, суки, падли, блядь, Шокова, блядь. Дверь забыл закрыть. На самом деле, сейчас чувствуется, в команде уже у Эрика они максимально сконцентрированы. Ну, а как по-другому, братан? Как по-другому в таком матче? Объясни. Суслик так, уже не шутит. А Суслику уже не даст смеха, ёпта, ему за шиворот, блядь, слышишь? Да. Орехов накидали грецких, блядь. Да, тут ясен хуй, блядь. Ничего не сделаем, они играют вода, часами. Какой тут смех, блядь? Тут пиздец, блядь. Ну да, там 2 ВП очень тяжело, они в 2 ВП играют. Смотри, 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 как Бэтдом ползут. Паша Бистикс будет встречать Бэтдом сейчас в исполнении команды Эрика Шокова, блядь. Ёбаная жопа его, блядь. А на Бэта один. Один Бистикс, но у него такая позиция, с которой он даст быстро инфу. Он сейчас он даст инфу, собрать. И он будет жить, понимаешь, еще? Не спешите. Смотри, уже встречают. Да, давайте поздно выйдем. Я дал еще. Ой, блядь, беги, да, Паш, беги, да, Паш! Найс! Хорошо, да, сделал один килл, тебе время выходит. О, ребят, тут малек. Пуч крадется, посмотри. О, поползай, слушай, сейчас врубит рот, будет ультовать, будет жрать Фандера. Ой, блядь! Нижний, нижний, выходит. Ой, о, Сусик ебет! И 2-1, все 20, я против, блядь. Слушай, а подожди-ка. Это же Виктор Чит Бан, блядь, у которого сегодня день рождения, блядь. Это легенда, тоже легенда. Ой, блядь! Это Виктор Чит Бан, это с днем рождения. Ой, не долетело, блядь. Ёб твою, блядь. Че, он видит его? Ой, блядь. Победа на первый! Ой, фу, хорошо, что не разбился, пиздец же был. Ребята, это очень красивая игра! Ой-ой-ой! Я иду по СУ. Это пиздец, друзья, бля! Это пиздец, команда Десаута Макриски Бистикс! Синди и Мапки забирают первую карту! Бля, ребят, это пиздец было красиво, бля, Ром... Но, ребят, я думаю, вы должны понимать, что если бы не Рома, бля, в том раунде, когда он, бля, 1 в 3 выиграл, бля... При счете 13-15, бля, нихуя бы вот этого не было. Сейчас бы мы не открывали бутыль шампанского, бля, и не обливали его голочный костюм, и не кричали «Макриски вперед! Макриски, ура!» Вчера же тоже. Я бы отметил Пуджа. Да, вчера то же самое было, бля. Макриски прям вообще, он, значит, стабильный, бля, вытаскивает нужные раунды. Не, ну, в общем. Мапки видел, как включился? Вы вообще, да, мапки врубился, бля. Мапки Синди колила, пиздец, все разбирала, бля, просто. Слушай, Рома психологически стабилен. Это очень красиво. Какая следующая карта, напомните мне, пожалуйста, ради бога. Мираж, там я буду играть уже, нахуй, нормально. Ты эту не знаешь, да? Ты там запутался в этих ебаных вагонах, ты еще билетик дома забыл, да? Ребят, какие планы на Мираж? Просто выебать, блядь. Просто молча в тишину, да, насрать и все, убежать, да? Красиво, аплодисменты, блядь. Я в вас верю, ребята. Я желаю вам удачи, блядь. Желаю вам успехов, блядь, свершений, блядь. Все самое лучшее. Давайте, пацаны, я полетел в другую команду. И как сразу, как только, так давай сразу. Давай через 2 минуты все еще скажу им, давай, блядь. Ребята, бля, ебаные терияки, бля. Столько было шансов, бля, выиграть эту игру. Что пошло не так, блядь? Откомментируйте меня, дайте мне точный ответ. Сегодня трусы грязные одели на одну игру сейчас. Сегодня грязные ретузики, бля, грязная жопа. Про трусы это актуальные шутки, если что. Грязная жопа может, блядь, только так нахуй с толку сбивать. Это факт, ребята, это факт. Только в этом была проблема или что-то еще? За трусы шаришь? За грязные трусы нет. Ну как, ты имеешь что в плане, то, что у меня тоже грязные трусы. Если, ну, если в этом нет никакого подтекста, а просто обоссанные трусики, то я тоже насрал в трусики. Мы сейчас о чем вообще? Мы про те самые грязные трусики. Понял. Но я это еще не смотрел, Поэтому не шарю тогда. Слушай, я боюсь его имя называть. Не надо, лучше не надо. Так что? Что пошло не так? Тяжело играть. Блять, ну у вас реально, у вас были шансы. Ну, естественно, так же, как у них. Если мое мнение,
реально хочешь last round, прям до саута пиздец повезло. Ну, бля, братан, ты... Братик, ты бы еще знал, кинул бы ты хаешку, блядь, на секунду позже, бля, раунд был бы твой. У него было 9 хп, братан, 9 хп. Да я видел, я видел. У него было 9 хп, бля, просто чуть-чуть не долетело. 15 раундов у нас было, мы 1-3 раунд слили. Бля, все очень жестко, жестко, блядь, жестко ебали, блядь, сладкая писька, бля, просто нас удивило, бля. Диван до сих пор сидит с хуем в ладошке, бля, это просто пиздец. Не, писечка вообще дикая была просто. Вот он мне сейчас передает, что писечка просто дикая была, он говорит. Спасибо. И вообще молодец. Еще расстроил, что ли, меня? Не, у нас морально на высшем уровне. Давайте, бля, духа не падайте, сейчас вообще просто возьмете, разъебете, бля. Или Сергей, брат, спасибо еще за здесь слабый, братан, от души тебя реально огроменное, спасибо. Вы пиздец, ребят, вы можете, бля, спокойно отъебать их, бля. Меня не устраивает одна вещь. Блядь, я не хочу никого обидеть, но просто я реально всю карту не понимаю, что мне, блядь, делать. Ну, потому что это трейн, может быть, опыта мало на трейне. Да, ну, типа, я вот прошу, подскажите, типа, я как... толкового, как бы ничего не слышу. Играй, где удобно. Ну, типа, блядь. Мне нигде не... Помогайте, возьмите ее за талию, блядь, управляйте. Да нет, она все правильно говорит, на самом деле. Просто, ну, просто реально мне... Я умею стрелять, я умею играть. Это факт, мы охуели, когда она стреляет. Да. Вот. Я не знаю, факт. Где стоять, откуда могут выйти, что пикнуть, когда, типа, где. Хотя бы когда умираете, просто вы лучше, чем я, знаете эту карту. Вот меня импала сажал на мираже, короче, на тачку. У тачки я сидел, там всегда бэш дал, караулил. А я тебя сажал на пенис, бля, ну ты чуть не рассказываешь никому об этом. Ты про импалу рассказываешь почему-то. Дай тебе мини-позицию нормальную, вообще будет красиво. Уже не, как на мираже, я уже понимаю, что мне делать, типа, где и как. Слушай, ну тогда мы вам желаем удачи. Ну на трейне просто для меня это такая карта, блядь, знаете, неизданная. Орел-решка, блядь. Буду болеть за вас, как говорится, ребят. А, это... Боится звук у вас, да, всё, понял. Эхо, да я потому что в Дискорде разбудился. Не, вы очень круто. Сейчас мы играли. Обычно, но меня тильтило просто то, что я не понимаю, что мне делать. Типа, я хожу, и мне лишь бы время, блядь, убить на этой карте, нахуй. Да, я тоже эту карту вообще не понимаю. Ну, видишь, тогда в этом случае вы очень круто сыграли. Типа, знаешь, дожить, блядь, до конца раунда, когда никого не останется, и когда я буду знать просто, где ласт, и все, типа, тогда вот... Клач, заметили, что клач, мне изи выигрывать. Ну, ты выходила, блядь, ты даже ебала, блядь. Она просто... И по стрельбе именно перестрелил. Ты реально, блядь, там все в ахуе себя были, блядь. Там Амина, говорят, кэрит, блядь, катку, ёпта. Да, ребят, давайте 2-1 закрывать, реально, что-то я захотел выиграть прям резко. У нас есть шанс полностью, у нас мира, а следующая какая? Следующая инферно. Тут не в шансах дело, блядь, мы реально перестреливаем, типа, синий не играет. Брат, ну ладно, ты на новогодний стрим чат почитаешь, почитай-ка, я сейчас почитаю, может, я сейчас с командами разберусь. Да я почему-то... Ребят, залетайте тогда на сервер, а, вы уже здесь? При клатчах у меня пес нервы были, я не знаю почему. Ну бывает такое, не волнуйся, не волнуйся. Не, я раньше, слышишь, я в Fortnite волновался раньше, у меня все время ручки тряслись, как важные игры. Это пиздец, КС-ка у меня тоже было, но не так сильно, блядь. Шок, братик, тут? Да, я тут. Залетай, братан, ты последний. Я думаю, можно начать. Вы готовы? Да. Сейчас, минуту, через минуту можешь начать, плюс? Давай, сейчас я пока у них так спрошу. Давайте. Ребят, вы готовы? Вы готовы, команда ActiML? Сейчас, у нас с Синди проблемы с Дискордом. Окей, все, ждем, решаем. Не, можно проводить, мне 9 минут ожидания на телефоне. Я буду играть и ожидать, он на стол уехал. Лучше это... Лучше замыть, слышишь, что они уходят хуйню? Если ты там стримишь, я не знаю, нет. Ну как точнее, блядь, своего адреса пиздеть, блядь. Не, тут все такое. У меня уж такое было. А ты что, будешь играть и вот эту хуйню слушать, Анюх? Ну она на фоне, да, нормально, но не отвлекает. Я так красава. Нормально. Все, первый день, Все, вы готовы, правильно понимаю? Да, го, мы рейдинг. Сейчас. Хотя мина просто в ноги бьёт. А мина очень хорошо стреляет, пиздец вообще, она нас, конечно, удивила. Там была ситуация, я стою на верхнем с эской, с эмкой, она выходит в верхний парик с двумя этапами. Все готовы, Ром, тут Макритс? Да. Паша, все, все тут, короче, понял. Давайте, ребят, я мучаюсь, желаю вам удачи, бля, пусть победит сильнейший, бля, пиздеть в этот раз не буду. Мы, очевидно. Диман, тут? Да. На кого на мираже ставишь? Я хочу, чтобы команда Суслика победила. Мне без разницы. В этой катке. Команда Суслика? Да. То есть за красивую игру, за 3 карты? Да. Да, если выиграем. Я бы на самом деле, может, даже взять нам направо, мапки. А мне интересно, за кого чат? По-любому же каждый выбрал для себя. Ставки. Слушай, мужики, ставки не работают, я сам хочу запустить, пиздец. Вы за кого сейчас? Какая команда? Бистикс или... Попробуйте кто-то из модеров. Модеры вообще есть на стриме или модеры не пришли сегодня? Стоп.
Есть фурзер, брат, не получается запустить? Нахуй, а, я раз еще. Пацаны, не запускается, да? С одной стороны, да, Десаут, там Рома, как бы ребята, с которыми общаюсь, друзья, но, блин, мне очень нравится, как играет почему-то команда. Не, ну я наверное, знаешь, я, наверное, как, мы как комментаторы должны за красивую игру. Вообще, то есть мы сейчас должны топить, ну... блядь, за команду Эрика Паскуды, суки, блядь. Мрази, ебаный, шо. Только Шокова. Мы должны, знаешь, придерживаться, типа, нейтралитета, блядь. Согласен. Согласен? Тогда я ставлю автобой сейчас, бля, в рейч отдавай. Понял, потому что мне слишком типа быстрая сенса какая-то была сейчас. И начнем, бля. Потому что она нажалась, пока я подходил. Мне надо еще бы телефону зарядку ебать, точно, я забыл, что мне надо будет съебывать. Ой, я что-то сейчас... Да, уже написали. Что-то? А, нет, все, норм, я просто... Да? Диман, как ты вообще смотришь на то, чтобы я сейчас приехал, просто стянул все твои семейные трусики, бля, с дыркой, знаешь, на задницу. И просто начал бы тебе жестко отсасывать, бля. Ну, приезжай. Все, договорились. Знаешь. Адрес знаешь, город знаешь, Слав. Моя дверь всегда открыта для тебя. Ну, Диман, еще одно слово, бля, и я просто своей жопой твою хуй отъебу. Я думаю, можно мидл пить на месте, а завтрашнего дня можно такое будет говорить, или уже нет? С 22 января, братан. А, января? Слушай, а по-моему... 2021 года, января. Января, да? Да. Так, конечно, так странно, знаешь, сегодня говорим. Резко день, и все, блядь, нихуя говорить нельзя. Ебало мне, блядь. Он играет за лавочкой. Только не пикай. Справа за лавочкой в углу. Лавочку убил. Хорошо. Очень интересную позицию занял, очень важную, блядь, смотри, убивает сладкую письку, блядь. Ну не... А, то второго-то и нет, блядь, нихуя себе. Значит, может, очень грязную тему. Ой, блядь. Лорд Суслик, слушай. Реально... Десаут отступает. Слушай, знаешь, что очень приятно? То, что команда Эрика, суки, Шокова вообще не задизморалилась, понимаешь? Это очень важно. Они, потому что нам сказали, там сразу инфа поступила после окончания той игры, той карты, сразу все, никакого дизморала, той игры нет, все, забыли, играем дальше. Все? Вот это хорошо, Вася. Это я бы сказал просто превосходно, братик, бля. Это просто, бля, чудесно, ёб твою, бля, жопу, бля. Слушай, а Серега перетягивается, интересно, на А? Серега перетягивается, но его не запустят, братан, посмотри, там Кент под ямой, хотя вот этот Кент лоу хп, но там под ямой, смотри, видишь? Не-не-не, тут Эрик его... Тут самое главное не дать поставить, потому что экономический момент, это очень важно, бля. Он постоянно сидит там, бля. Постоянно говорят, сидит там, бля, паскуда, это ёбаный Эрик, сука, Шоков, бля. Смотри, какой хороший нож, это руби же? Ой, не руби, или сапфир, бля, я всё время путаю. У кого? У кто Эрика, там, суки, паскуды, Шокова, бля. Сапфир, да? Я не разбираюсь, бля, ну дорогой, да, вроде. Не, ну 1100-то точно стоит. Сколько сапфир стоит, мужики? Проконсультируйте вот это. Руби красный, кстати, да, сапфир. Ну, наверное, я не разбираюсь. Кто такой лорд Суслик? Это 5 скилл, ребят, 5 скилл. 200к пишу. Ой, хорош хаешка, слушай. 300, 400, он прям дорожает прям сейчас. Прям сейчас. Слушай, на Б будет Виктор ЧБ играть, это... Хотя, слушай, знаешь, вот в случае команде Эрика Шокова, в принципе, нет такого понятия, знаешь, как слабый игрок. Помнишь, как мы рассуждали, типа, что вот слабый игрок на точке стоит? Тогда 4А. Слабый игрок на А или слабый на Б? Тут такого нет. Бистик шот от Фандера ПЛС и уходит. Смотри, а тут пуш, интересная ситуация. Смотри на Б, что творится. Перетяжечка идет. Тут один ЧБ. И подходит шарта Лорд Пустик. А, я, но у него фармган, неудобно его ебашить. Но, тем не менее, минус Макривский. И, похоже, минус Десаут. Нет. Там мапки сейчас открыты. 0 хп, Эдвард. Чё? Ну, блядь. Чё там происходит? Блядь. Ой-ой-ой-ой. Ну тут ебут сыр, смотри. Ой-о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 й
Стоятка была. Умоляю, ребята, пишите, какой счет был на первой карте. 19-17, братан. Да, а зачем вы такие сообщения удаляете? Типа из-за того, что капсом или что, я не понимаю. Плохо вообще, блядь. Мага где в углу? Нормальные же сообщения. Или это бот удаляет? Я чего, блядь, не могу убить, ему нахуй 92 дэм уже 5 хитов. Да козюлька выговорил, ребят, никто не против. Сейчас эко будет. Ну точнее. Слава, а за третье место будет файт в чате, спрашивают. Слушай, я думаю, нет. Хотя хуй его знает. Если вы хотите, можем за третье сделать. Тебя глушат. Висик, что за ган был? Я не знаю, я его, блядь, как еблан убил. ППшка, ППшка, ППшка. ППшка, все, окей. Джангл Савик, и Савик на чем-то стоит. Пашки, надо выйти. Джангл, 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 джангл. Потому что призовой будет делиться на три места. Вент убила. Хорошо. Ой, блядь, ебать, как же Синди сейчас вынесла просто в ноль. Слушай, первый бай-раунд и просто в салат вообще. Да. А, или это не первый бай-раунд, подожди. Он уже каленый, не полезет. Я запутался. Нет, это вообще без шансов. Слушай, Синди просто... ДС, ДС, маги.
Че там, пиздец плачет? Гофай конем. Не играет никто. АМ-ку, пожалуйста. Спасибо. Где не играет, что он никто говорит? Не играет. Я не могу чекать мидл. Андер недоволен. Причем я сказал ему, что мид твич. Начинается XXX тильтастион, ребят, небольшой. Очень важно сейчас не просесть. А то у нас 2Б играет. Мапки было не синди. Как мапки. Флешки не будет. Мага тебе по шортам будут помогать. Нож маги, мага не берет нож. Шорт, что надо делать? Раскид, а. Просто чекай. Я ему в карман сам не могу положить здесь, блять. Надо трейд принимать, к сожалению. Флеш дуй. А нет, ну. Оба бегут. Это фейк был. Много. Да, слушай, это реально фейк раунд, смотри. Выход на Б. Выход на Б, тем временем ЧБ принимает. Ну нихуя не видит ни одной головки. Ой, слушай, вообще в салаты выебли. Ой, блядь. А, тут фандер, тут фандер, тут фандер. Смотри. Пуджа. Видит калашника, смотри, самое веселое, там дуло торчит, попал в пуджа, ебать, в пузо, просто ебнул ему, блядь. Да, убежал. Но он ушел, он на лоу хп, убежал 30 хп. В его ситуации, на самом деле, блядь. Может, есть смысл сейвить, реально, хуй его знает. Но тут сладкая писька, блядь, караулит его и откусит ему, возможно, его маленькие яички, блядь, когда он будет выходить. А, не, смотри, он в подвал спускается, блядь. Как будто что-то знает, блядь. Он хочет на А уйти. Ну, интересно, у него может получиться на А уйти. Ну, с такой расстановкой игроков, да, у него вполне получится. Они да. Привет, они... так заебал. Подожди. Кто заебал? Был экзамен по-русскому. А ты как слав? Я заебись, братик, вообще балдежно. Так что, как написал там, вообще это сложно или нет? Он был бледом. Подвал. И что за экзамены? Типа зимние какие-то? Ну, что это какие-то? Теперь он уже не уйдет. Я зачекаю и зимний. Да, теперь он уже не уйдет вообще нихуя. Он сейчас уйдет. А почему он подождал? Ой, смотри. Он зря подождал, наверное. Не, почему? Мне кажется, наоборот, прикольно. Или наоборот. Смотри, хорошо, ну да? как зря. Он как будто, блядь, что-то знает, ебать. Сука, вафли это, блядь. Может быть и не зря. Это он что, блядь, СШВХ спалился, блядь? Подрубил, может? А, сессия, блядь, точно. Я же в институте не учился. Я сходил, он две пары и все, блядь. Слышишь, может, говно подрубил такое? Ну, вполне возможно. Слышишь, самурай, так сказать, блядь. Через TeamViewer, блядь, подключился там. Пандер недоволен. Боже, как говорит. Перетяжка идет. Слышите, я жду вас. Ой, слушай, приколись, мапки, вот такое вот выиграет, блядь. Если он сейчас это затащит, это просто дизмораль будет у КТ. Ну, нет, без шансов, смотри, ну. Ты че, он даже не повернулся. Без шансов, блядь. Ребята, а заткнись, бустер. Не дефьюз, пока есть. Приославлюсь, наступающим Новым годом. Спасибо, братик. Все, дефьюз, теперь дефьюз до конца. Я тоже. Вас всех тоже, пацаны. Пробники, тестовая часть по русскому языку, 9 класс. Мне кажется, 9 класс по сравнению с 11, такой лайт ебаный вообще. 2-1. Диман, а ты как сдавал экзамены, блядь, в школе? Вообще что-то было? ЕГЭ было уже? А, нет, нет, у меня не было ЕГЭ, у меня обычные экзамены были, и все, выпускные. Вас просто выпускали, да, блядь, может, без экзаменов, без всего? Да, я поступал в универ, да, это была имба. И я сдавал экзамены, и через год появились ЕГЭ. Что ты дашь? Прикольно. Флэш минул, да. Хорошо. Да, фу. Да. В каком они году, получается, появились-то? Миду могли выйти, смог окно мне дали. Получается, в 2002-2003? Охуеть. А, да, 2002-2003. Ебать, 2002-й Диман школу заканчивал. Че скажете, пацаны? Кидай. Пол хп в миду там. Ебать, он, блядь, ты там случайно в царско-сельский лицей не ходил с пушками, блядь? Дык не видел. Ой. Чел, пизде родился. Я родился только, блядь, вижу. Это забавно, реально. У меня Катюха 2000 года. Пиздец, ебать ты отец, Дима. Отец. Отец Шимору. Твари Бистикс, блядь, Эрику, сука, Шокова отъебал, только что подай. В принципе, ситуация равная, 4 в 4, блядь, но бомба находится под Б, блядь, ебать ее жопу. Ребят, помощь нужна. Бегу. А, Сиди на шифте уходит, смотри, Сиди на шифте уходит. Давай я сейчас приду к команде Десаус, там больше... Общение будет, интересно послушать. Ой, пуча ебет, смотри. Ой, блядь, обидно, чуть-чуть не добил. Слушай, лор, бля, лор Суслик до сих пор... Кел пишет, в 2016-м родился. Я бегу. Накидай флешки, пока не было. Ой, хорош. Рома, вот Рома может. Вот это очень хороший минус. Очень важный. Посиди немножко. Блядь! Ёбнешь? Ай, блядь! Вот 17 хп был. Блядь, Синди зря начала стреляться. А, да? Очень зря. Я школу в 2014 закончил, блядь. Гоу до 2000. Гоу до 2000. А, я ему дал... Кто это? Фандер был 24 дал. Бля, я тоже... Ну там в команде... что Диман закончил школу в 2002, это пиздец. Я еще даже не пошел в нее, а Диман уже закончил, блядь. Прикольно, уже выпускник был. А ты 11 или 9 классов?
У меня один. Смотрите, у магии. У меня по полной везде. Смотри, сейчас встреча, сейчас будет встреча на виду. Смотри, сейчас Рома Макриский против Фандера будет выпрыгивать. Даже интересно посмотреть, что произойдет, какой итог, так сказать. А, ну все, Фандер отошел. У них пистолетка и одна муха. Не, ну если грамотно отыграть, слушай, смотри, вот здесь он сейчас, допустим, Фандер, ты не видел, что не знаю. Не что... видел, не видел, но оп, смотри. А, видит, увидел. Не факт, что заметил, не факт. Пусть заметил, говорит, за белым, да, заметил. А, сказал, да. Ромнер не ожидал такого агрессивного пика быстрого. Ты тут из подвала тем временем вышел, девяточка, чёрт, это кто у нас? Чёрт, это пуч ебаный. Это не АВП, это скал, кстати. Наёбка для уёбка, как говорится. Не зашёл уже окно. Хорош. Ты шорт убил? Пробегай. Джангл. Бля, навик. Ой-ой-ой. Да, его с двух сторон. Двое, КТ и фаер, Заходит. Получилось нихуя. 3-2. Опять Рома. 3-1 уже, да, 3-1. Рома очень аккуратно играет, но может быть через чересчур. Слушай, за атаку, ой, за эту, за атаку, да, очень сложно будет раунд набирать, очень сложно. Прям пиздец. Ну это типа... Постоянно остается последний живой. Это факт. Ну он и клатчи больше всего тащит. А, я один, блядь. Один, да. Чё мы делаем, блядь? Это как я с Йосупом, ёпта. Go to Rick Babrell, старый, бра! Мага либо машина, это можно сделать. Я не знаю, говорю, что Вадя хотел провести турик, и я... Если Вадя скажет, что он не будет проводить, типа, слайк, блин, проводи нахуй. Увидел, увидел. У меня есть, бля, уважение к кентафарикам, блин. Опа! Ебать агрессивно, но видно, больших яйцах скаканул просто. Успевает ставить бомбу, еще и уходит. Ой, еще и попадает, блин! Бля, жалко не АВП, просто улетел бы нахуй, дурачок, блядь. Саида нет. Слушай, какие-то действия надо принимать сейчас команде, бля. А вот десауда, хотелось уже просто сказать, Эрик, сука, шоковый. Брат, помнишь шутку вчера про писечку, бля? Это твоя, что ли, была? Про кислую, кислая писька, бля. Кислый хуй, бля. Сладкая писечка, бля. Тогда Fall Guys тоже надо делать сейчас. Смотри, 25-го шоу матч против Братишкина по Валоранту, 27-го шоу матч против Virtus.pro на лане. Это все на лане 25-27-го. 26-го промежуток. Ну посмотришь, что ему делать, короче. Ну есть там идеи на стриме тоже. Пишет, хочу от Димана в рот. Хочу от Димана в рот. Блин, что, быстро бои играет? А, нет, смотри, он СВП будет быстро смотреть пропрыг. АЕшки залетают, то хуёво, он диск АБ всего лишь. Серёга, ну чуть-чуть отпустила его АЕшка. Ну чуть-чуть, я даже, можно сказать, не считается. Но зато нихуя не видно, посмотри, ебать, тут, блядь, шашлыки нахуй жарят. Смотри. Ой, блядь, паскуда, блядь! Десаута. Ну это жестко, дядь, это очень неприятно. Нажимать кухню. Змеёныша ПЖ, да без проблем, ребят. Он валяется, отдыхает здесь чуть-чуть. Эрик забирает бистика. Два, опять Рома, жив! Что мы делаем? Проводь мин, можешь сыграть. Рома жив. Ребята, привет! Привет, ребята! Поставьте паузу. У меня большой пенис, блядь! Бля, десаус, ребят, десаус уже ревнул, ебай. Это пиздец, бля. Да, нам надо как-то аут зайти. Что, они сейвить, наверное, им, да, остается? Или что они будут делать? Или захотят они куда-то прорвать? Ой, ой, Рома знает, смотри, на А! Рома бежит на А, да, но... Опа, ёптель-моптель, блядь! Будет интересно второй раз пробовать пикаться. Ну, мага, что, путь шумит, шумит потихонечку. Что-то раскидывает. Мага? Или же мапки? Рома сейчас увидит Жока, скорее всего, или нет? Да. Сейчас КТ уже будет. Или же мамки? КБ заходит в КТ. Ой, блядь, чуть-чуть бы он попозже. Ой, блядь, найс трай. Слушай, 6-1, ситуация достаточно путная, блядь. Ёбаная жопа. Бля, ну ставь, бро! Ты очень хороший человек и тренер. Спасибо большое, дядь. Стараемся. Мне такую же змею купить, ребята, а ее я не покупал. Змею наш сам ко мне приполз, бля, в кроватку. Мапки, да я выпаю. Ты мой хорошенький. Ты мой маленький, бля. Шесть один, они пока очень хорошо. Ебать, я ему в рот нарыгал, бля. Очень результативно играют за полицейского. Димана, привет передай. Да пошел он нахуй. Ой, Диман, ты здесь? Я здесь. Извини. Бля, мне бы сейчас тортик разморозить, бля, такой балдежный, чтобы чайком его уничтожить. Ой, у меня шоколадка же есть, я забыл. Ох, ебать, я сейчас прибалдел. Сейчас закончится раунд, и я пойду скажу. Давай, давай. Смог подавить.
тобой вместе поиграть, какие-то в одни точки выходить, махуня какой-то стартам. Давай. Выйти и просто дать 3-4 ебала одновременно. Пуч, да? Давай посмотрим. Так, слушай, начинает что-то придумывать. Куда там подсадку он захотел? Смотри, мапки как будто живет просто на этой скамейке. Мамуль. Подожди, один джангл. Привет, мамуль. Бистик. Слушай, а могу тебя попросить тортик из морозилки достать? Я не могу, мне маленький. Чё коцает, блядь? А, сладкая писечка, сейчас будет смотреть. А он всю ночь стоял. Подождите, не торопитесь. Один джангл, один КТ. Слава, сладкую писечку делай. Не, разморозь, пожалуйста, мне доставь новую. Потому что Рома вышел, и она сейчас будет его пикать. Они не видят друг друга из-за дыма пока что. А можно не покушать нормально. Буквально через несколько секунд ситуация изменится, скорее всего. Я закончу, не знаю, пока у нас тут киберспорт вообще жесткий, наверное, творится. Рома не знает. Уйдем по Б. Давай, все, целую. Я... Там мага может подпушить, там хуйня страдает. Осторожно. Так, Диман, ты что там пиздишь, бля? Рома знает о ней. Ага, и что это ему дает? Ой-ой-ой, вот что ему дает. Дает хил и выход на, судя по всему, 3 в 3. Хил? За хил и хилят? Минус плент, джангл. Слушай, хорошая ситуация, это реально шанс, это заявочка на взятие раунда. Самое главное, чтобы сейчас Десоу спокойно пробежал, а он пробежит. Главное, чтобы не были развязаны шнурки, чтобы он не споткнулся, бля, не пизданулся, блядь. Не, спокойно, даже пароль помню, блядь. Казалось бы, с такой маленькой башкой, блядь. Добавить такую. Слава, прикольный турнир, будешь его совершенствовать, да, конечно. Да, что, прости, пожалуйста, Диман, тебя перебил ее бич. Да, вот такую реалистичность добавят, да, вот типа могут шнурок развязаться, но это будет на как бы рандомно, да, ну допустим, ты бежишь. Я, кстати, давно об этом думал. Знаешь, вот тебе в ногу попадают, и ты начинаешь хромать. Да, или у тебя шнурок развязывается, ты спотыкаешься и падаешь из коннектора, вываливаешься. Или допустим, знаешь, типа. Или стоишь, писаешь, бля, шарику застегиваешь, бля, просто молнии за лупу, бля, пристегиваешь. Конечно, конечно. Слава, справа твой батя, да, ребят. Давайте, можем выиграть. Сейчас приду, шкатку возьму минуту. Давай, бать. Медленно все это делаем. Это мой отчим, блядь. Батя ушел. Как же хорошо со змеёнышем проводить вечера, блядь. Слава, письку помыл. Не хочу. Мне не нравится письку мыть. Это она дала? Мне нравится, когда рыбкой воняет. Она кинула типа просто на пол. И кошке моей нравится. Походу, сама из-за флешку. Вот сиди, слышь, стоит, смотри как. Агрессивно, блядь. Никто не пикает, либо близко яма, либо под коврами. Я просто длинным срифом вышел, никого не было. Я флешку дал. Надо вместе на одну точку выйти. Либо между... Смотри, агрессивный вышел, сейчас будет сладкую письку выкуривать. Ой, блядь! Между чекайте еще. Слушай, обоих оставила сладкая писька. Лоу ХП. Приучите, что одного оставила сладкая писька, второму Акривский. 3 в 2. Смотри. 3 в 2 опять ситуация. Но игроки защиты уже близко к пленту. Но поставить оно они спокойно могут. Молик залетел. Нормальный молик, судя по всему. Он лоу с авиком. Кон. Могу. Я фол. Двое там. Ай, бля! Тихо. Я понял. Оба там. Ой, бля, да. Бля, ебать, лорд суслик, уебище, бля. Что же тварь делает, блядь? Что, сука, делает, блядь? Батя Литвина умер, бля, я видел, ребят, это очень грустная хуйня. Ну, батя такой позитивным был бы. Пиздец. Я, ну, вечная память, бля, Мише там крепиться желаю, бля. 40 хп было, ушел. Очень грустно, бля, когда в жизни родители умирают. Знаешь, это как будто часть тебя умирает. Это пиздец. А надо стрик взять хороший. Да, давайте так же, все нормально. Да ничего, пишите похуй, бля, в смысле быстро, похуй. Я хочу въебалы пострелять, я заебался на. Очень грустно. А можем ну, давай. Самое грустное, что это неизбежно для каждого. Похуй. Главный вопрос, когда. Ребята, вроде как, кажется, некоторые, те, кто пишут, да? А потом, когда растете со временем, понимаете, что ваши родители стареют, и уже задумываетесь об этом. Да, его батя 71 год. Больше времени. Это важно. Согласен, бля, это пиздец как важно, бля. На каждый день рождения едьте к родителям, бля. На каждый, не знаю, бля. Когда вырастем, вам будет казаться, что вам не до родителей, бля, сейчас, нахуй. Нихуя. Это самая большая ошибка, мужики, поверьте на слово. Ты не застрял, ты в гранате, да, был. Бля, Серегу просто отъебали, он раком согнулся, посмотрите. Блять, его он там лежит, бля. 4-5. Да, говорю, не... Слушай, ну тяжело очень за атаку играется команде Рома. Очень тяжело. Там яма где-то очень. Смотри, сейчас будет встреча, блядь. Мапки с Эрикой. Сука, блядь, тварь, его шоково. Да. Да, мапки сейчас. Можешь посмотреть, я смог, если я правильно помню, как, блядь. Вот сюда, да, и почти в угол. Да скорее мага встретится с Пуджом быстрее. Вроде какой-то дал.
просто тупо рыло в флешку дал. Вообще прокой на ты бы хотел в жизни с Поджом встретиться? Смотри, Анина, выход! Ой, блядь! Блядь, что ж происходит-то, сука? Она слишком хорошо стреляет. Не заметил, не заметил. Фандер, блядь, был шанс у мапки, ебать, не хватило, возможно, блядь, кондиции киберспортивной. Давай перейдем в команду. Так, стой. Хорошо. 8-2, нам надо вообще максимум забирать, ребят. Фандер берет, знаете, бразды правления в свои руки, начинает чуть-чуть координировать. Правильно, он говорит, не надо пушить. Да. Где-то 2900, 3к. ЧБ. Next bar. Все закидывай что-нибудь. Сейчас буду. По таймингу давай попробуем так же. Кинул флеш. Стар чист. Лорд Гузлик это ой, Лорд Гузлик это мага. У меня скоро мам день рождения тоже. Я ее порадую, пиздец. Я ее так люблю, блядь. Не пуш лучше. Кобра. Сука, слеза наворачивается, когда такое говорю, блядь. Ну, не держи. Не хочу плакать. ЧБ. Все время, блядь. Забирает Бистикса. У Бистикса очень вообще не получается играть в Элос пока что. Не удается ему выходить. Я бегу, ЧБ. Лучше. К Тетрису подбежал, чел. К Тетрису. Кен пишет, плачь, бля! Я дам флешку, я дам флешку. Не, не хочу плакать. Лютый дисбаланс, бля. Да, ухе. Прошлая карта 19-17, бля. Яма будет двое проверить. Молик куда? Не сбать, общаешься, ну так. Я дефьюжу. ЧБ, горишь. Коври надо чекать. Ой, хорошо, Фандер, 2-2, все 20. Ой-ой-ой, десоус, тем временем обходит спину. Фандер оставляет его 50 HP, бля. Залетает Молик, не, все, не, пиздец. Это раунд, это 100% раунд. Это каждый. Смотри, что-то Рома все-таки в начале раунда заколил, что дало, так сказать, команде, блять. Просто когда этот, блядь, стрелялся. Обрести новое, так сказать, вдохновение, блять. Серега, как всегда, со спины челы пишет. Серега, как всегда, блядь, со спинки заходит, ребят. Как всегда, с попочки заползает, дурак, этот ебаный, блядь. Я пойду на себя шаманить под Б. Как говорит, бля, Емельяненко, бля. А я не шаман, бля, но в бубен дать могу, бля. Шаманить она пойдет, бля. Опа, смотри, интересно, бля. Смотри, какая позиция. 3-3-б. Накоцалась Инди Фандера. АВП в окне, Фандер. Бисик может сыграть. Смотри, смотри, тем временем Бисик сразу выходит на А. Просто у него есть инфа по одному кенту. Убивает его, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну Эрик, он, здесь Эрик он, остается. Еще Бистикс проходит, но ему тяжело придет. Но Бистиксу не надо сейчас выходить, тут АВП, смотри. Ой, какой... Ой, блядь! Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, хотя бы был размен, не на того, но все же был. Флешку у Синди остается очень мало хп, 22 на один выстрел. Смотри, спокойно, пролетает Синди с бомбой, но им нужен смог. Им нужен смог. Они еще не ставят, да, они еще не ставят. Сейчас хаешка залетит хорош, смотри. Ой, блядь! Минус 50. Минус 50 хаешка. Ой, хорош! Еще КТ. Смотри, смотри. А, это Лорд Суслик только с Б стягивается почему-то. Да. Он ждал, что будет фейк, походу, да. Очень долго. Ну ему сейчас надо помогать. Да это жопы просто, садись, дави, бля. Ему надо помогать сейчас. Смотри. Не пройдут, о, смотри, а тут Серега Де Соус опять в крисе где-то. Пуджи не увидел. Если это Фандер 1 в 2 ситуации, смотри, у него есть... Он дал инфу, что справа чел стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, бля, жестко. Четвертый раунд. А сколько ты маме лет, братан? Я на себя стягиваю троих игроков. А ты мою маму видел в жизни? Блин, по-моему, нет. Вы можете стоять. Строго скрываем видео. На ход. Она приезжала к ним, по-моему, нет. Ну, как к ним. Ко мне. Когда они у меня были. Блин, или все-таки видел? По-моему, нет, не видел. У нас у Паша смока нет. Ладно, мы кинем. Не помню. Нет, он не видел. Да, ему было выпинчик. Давай. А сколько вашим мамам лет, ребят, напишите? Олег, сколько же вроде? Фармилка под ямы. Я родился одновременно со своей мамой. Прям в один день, в тот же год? Да. Близко, слева, близко. А как это? Смог на голове. Смотри, там, кстати, эко-раунд, возможно, пятый раунд для команды, блядь. Де Соуса, блядь, Кирияки, блядь. Слушай, 8-5, похоже, 8-5. Да ну нахуй, да. Ну вот, примерно, вот она и разница, как, кстати, возрастная, плюс-минус. На машине, да, играл? 55. Ну, кто постарше, да? Все, давайте, набираем два раунда. Блядь, это так хуёво, ребят, когда мама, блядь, стареет, блядь, это пиздец. Мама 33, я старше чьей-то мамы, офигеть. Прикольно. Да, у вас вы нашли общий язык. Так сказать, точку соприкосновения.
Ну типа не фул, типа форс. Так а что у тебя просто один чел купил, Макси? Бля, говорю, так хуёво, когда мама стареет, бля. Попал до саута, он ходит. Это пиздец вообще, что может быть хуже, блядь? Эрик, сука, Шоков, бля, принимает, знаешь, такое волевое решение, бля. А, не, я думал, хочешь ковры подпушить, но он что-то передумал. Флешку дали. Пода гранат вообще не кидают сейчас, хотя да, они обычно кидают, только сейчас дали смог. Слушай, судя по всему, произошел звонок камбэчный, блядь, у кого-то безлимитный тариф. Пообщались, блядь, договорились на что-то, блядь, нашли общий язык, молодец, Рома Макриски делает килл. Фандер сразу же разменивает. Убийстикс прям не идет, он вот выходит, и вот у него прям не идет выход с Пелоса, хотя он и ты посмотри, Рома говорит, можно расфейковать. Насколько же мне серьезно, мне очень приятно, что ребята так подходят к игре. Да. Рома хорошо подготовился, вот могу, ну все хорошо подготовились, я не могу даже выделить конкретно кого-то. Они хорошо играют. А где он? Мапки говорит, пизда, это просто шок. Он говорит, ха-ха, реально шок. Я попробую килл найти. Смотри, Макривский опять. Да, он с ОВП проходит. У них есть шансы, реально, у них есть шансы. Ну, по-моему, дед. Ай. Два под Б. Два под Б до сих пор. Смотри, под коврами. Ну, слишком уёбская позиция у Эрика Шокова, знаешь. А, еще и пачка, бля, братан, пиздец. Да, пачка там в жопе. Ну, вполне возможно, что Эрика, сука, Шокова, он сейчас ёбнет. Ну, его возможно, да, но он слышит его. Это ничего не даст уже, понимаешь? Ой, бля, мисс. Ничего, ничего, просто уйти, просто уйти. Да, надо просто. А я бы АВП оставил. А, он не хочет с тобой поиграть? Ну, мог кому-нибудь дропнуть. Может, подороже. Не, он хочет, он просто... Не, вот. Что он? Не, он заберет последний момент. Он может, кстати, калаш выкинуть вот там слева. Да, он так за текстуры. Вот здесь можно калаш. Слышите, что сказал... Знаете, что сказал Фандер? А? Да пусть оставляет АВП, это будет изи фраг в дуэли. Ничего себе. Давай послушаем кол, что они сейчас будут делать. Могу дать калаш. Не, а хотите попробовать? Тебе было бы интересно сделать стрим про школьные темы? Если. Можно, в принципе? У них всегда А раскинуть, короче. Мистикс предложил через паузу раскинуть А. Ну это нормальный раунд, главное, чтобы все выходили нормально. Это самое важное в таком раунде. Бомба возьми. Сейчас пауз получается. Бомба, скинь мне фиолетовый. Что ты даешь, Бистикс? Я КТ даю. Он КТ даю. Сейчас посмотрим, слышишь же. А, нет, слушай, смотри, они вообще толпятся на респауне, они не знают. А, раскидка идет. Смотри, сейчас, смотри, сейчас за мапки, смотри. Смотри-ка, мапки даст смог. Зажми альт, чтобы посмотреть, кого полетит смог. Давай. Смотри, смотри. Год 20 секунд. Делай ставки, долетит или нет? Ну, такой да, я думаю, долетит. А я думаю, нет. Почему? Ну, высоко, мне кажется, слишком. Нет, норм, на лестницу прям даст сейчас четко. Думаешь? По-моему, да. Да. А, долетел! Да, да, он летает. А я ниже даю. Не, выше, там посередине прям нужно. Прикольно, молодец. Ну, если что, раскинули. Ой, смотри, они делают фейк. Ну, слушай, судя по всему, команда защиты это все прочитала. И смотри, что сейчас будет. Хорошо? Пиздец. Ой, суслик там. Пиздец, ну, пиздец. Все, он инфу дал. Лорд Суслик, бля, нашел свое оружие, ребят. Это помпа, бля, это тактик, бля. Минус 2 дал. Инфу дал. Что еще нужно? Ой, ёпта. Еще нужно Бистикса забрать, еще можно савапы. Слушай, пиздец, очень крутую игру демонстрировал. Дал, ушел. Это пиздец. Боже, доигра раунд, 30 секунд. Бомба опять в коврах, кстати. Остается кто? Остается Пуч. Ой-ой-ой, сладкая печка на 8 хп, выживает. Дал, погиб. Послушайте, может быть, попробуем угадать? Станем на А? 10-5. Один под Б с машиной попикает. Один, а мы сейчас сами сделаем. Ну, сейчас так же тяжело придется команде Эрика. Просто прыгай с машины на инфу. Ой-ой-ой, а что это с The South'ом? 3-10 играет в натуре, только сейчас обратил внимание. А, реально? 3-10! Там что, фруктоза? Кто я? Я деп! Побайтишь на себя, хорошо? Бля, такой тупой мем в фриках висит, я ебал. Яма. О, выходит, смотри, пистолетка. Лучше. Вывалит, сейчас будет интересно посмотреть за Синди, как она отыграет. Джангл давит. Джингл мэлс. Ой-ой-ой, The Souls. Ой, блядь. Нашёл-то. Блядь. The Souls! 4 килла, блядь! У Синди ручки затряслись самую малость. Я умерла. Вот вам и 3-10. Позор, давить.
Давай послушаем. У меня нет армора. Не имеет значения, играем next round. Ой, как мап. Ой, слушай, как в пятый скилл профессионально относится к игре? Вы просто послушайте, блядь. Он говорит, не имеет значения, играем в следующий раунд. Коротко и ясно, блядь. Бля, магия респект отдельный. Не, мага вообще хорошо, хорош. Так, ну сейчас так понимаю, велики шансы. Слушай, смотри, раунд под Б, Бистикс, ну сейчас точно, вот эти раунды они должны забирать. Да. Я думаю. Сейчас посмотрим. К нему еще пришел, смотри, The Souls. Один игрок зашел в подвал. Они все от подвала, что ли, будут играть? Не пикает подвал. Да, они все от подвала играют. Да нет, это нормальная тема. Смотри, тем временем в шарте. Ой-ой-ой, Синди. Хаешка, хорошая должна быть. Да, хорошая. Суслик на лоу хп. Вообще 27 хп остается. Под машину один на Б. Ой, еще хаешка. 14 хп. Один окно слева. Эта флешка не поможет. До подвала. Она не флешит подвал. Это такая тяжелая позиция у них в центре. Ой-ой-ой. Главное, чтобы бакушка не залетела. Да. Не, на самом деле, контри тут тоже могут ошибиться, братик. Смотри. Сикет и фаербокс. Вот это хорошо, я Серег. Справа, ладер. Да. Зиганин. Вверх-вниз. Шарт. Зига пикает полный рост. Бля, очень агрессивно играет. Де Соус отвернулся жопой к Витьку, блядь. А к Витьку с ракой лучше не поворачиваться, блядь. И тут сладкая писька, блядь. Сейчас, но она, к сожалению... Серега, слышишь, активизировался. Слушай, ты, кстати, не заметил, что сладкая писька... Она энергию чуть-чуть потратила уже. Да. Если она была такая заряженная, то она сейчас конкретно отъебанная. Она, во-первых, молчит, во-вторых, ей, по-моему, указаний никаких не дают. Сейчас надо посмотреть, как она играет, где она играет, точнее. Понимаешь, это очень важно, чтобы писькой управляли, понимаешь? Да. Давай, я пойду ковроевать. Флешка нужна? Сейчас посмотрим, что она делает. Яма, упор. Погнали. Смотри, играет под коннектором, играет под мидом, блядь, Синди с М-кой будет встречать, блядь, Витька сейчас будет. Коннектор. Да, мага дал правильную инфу. Шорт. Ой, еще и шорт, смотри. Попал бы Сереге. Сереге попал, вот Серега в ответ не попал. У меня в дефолт и чел. ЧБ, я дал флешку. Слушай, могут спокойно заходить коннектор, ЧБ... Ой-ой-ой, как агрессивно ЧБ рубит, просто ты посмотри на эти движения, блядь, это лев. Фандер вышел, Фандер, по-моему, одного снял, с Пелоса пикнул. Рома Макривский сидит в КТ. Я взял шорт, я взял шорт. Okay. А, Эрик... Ой-ой-ой, да, хорошо. Рома дал себе знать. Ой, блядь! Да, хорошо. Бомбу. Слушай, у них есть... Да. Были шансы, да. Хорошо. Ждите. 11-7, на самом деле, Серега, надо стоять, потому что денежные... Надо уходить. Тут не надо уже драться. Нет, он хочет. Да хуй его в ноги, блядь, слышишь же, блядь. Дурачку басому этому, блядь. Пусть бежит, отдыхает. Как он такой ножик, как у Сереги? Блин, мне не нравится форма. Он какой-то, знаешь, мясной такой, для кухни. Ну, необычный, блядь. Ты меня потихонечку иногда информируй, Диман, что команда говорит, Фандера. Я сейчас пришел в команду Десаута. Да, да, хорошо. Просто дать, что они могут взять телефон. Я-то... ничего страшного. Говори мне, какие раунды они планируют играть, так сказать. У него 3500 элла, у кого? Хотя хуета пишет, блядь. Ну, он такой какой-то, знаешь, он заебывает ножик чуть, меня он чуть бесит, блядь. Уже хуйня, блядь. Про тебя. Я охуел? Да. Может, Фандер сходить попробовать? Мап, кидай пистолет по 250. Кухонные такие масло нарезанные. Не, ну реально на кухонный похож. Делайте все эко. Брат, спасибо за ценные советы. Блядь, чат пиздец быстро летит, я за этого чат не успеваю читать. Я еще и за игрой пытаюсь следить, мужики, извините. Надо сделать, блядь, стрим с пиздежом, блядь, реально, чтобы побазарить. Пердежом. Дима, покажи очко в камеру, если не... А? Смотри, подсадочка, Бистикс уже играл в прошлый раз. Да, я помню, на прошлом туре. Это вчера было, по-моему, или позавчера. Да, и у него 2 килла удалось сделать с этой позиции. Или позавчера, хуй узнать. Позавчера. Или вчера. Ну-ка. Ой-ой-ой, ловят пиздло, блядь. Слушай, мапки. Излетают ребята в коннектор. Сладкая писька, бля, чуть-чуть ее заживала. У нее есть инфа по Синди. Хуёвый, очень хуёвый бай, очень хуёвый бай. Команда Десаута. Ну да. А ребята сейчас просто в миду зажались. Разбуди змеёныша, ребят, да он так устал, бля, ребята, не знаю, вы думаете его трогать, бля, посмотрите, какой он, бля, сонный, он язык вытащил. Синди сейчас суслика заберет, он спиной стоит к ней. Ребята, блядь, ребята, ребята. Ещё бомбу, бомбу, бомбу. Бомба у неё.
Синди, работай с чешки, смотри. Ну, знаешь, что минус чешки? Мало патрон, брат. 20 патронов, одна обойма осталась. Залетает хаешка по Синди, снимает всего лишь 7 хп. И лишь надо оставить патроны, работает только в упор. Только в упор. Слушай, как быстро работает? Лучше бы он в пэлос, наверное, швырнул. Потому что Рома... Ой-о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 й-
Синди, лоу хп. Блять, если бисик сейчас забрал бы двоих, этот раунд был бы просто пиздец, бля. Это просто ебанулся, бля. Синди несется просто, сломя голову, волосы назад через шорт. Слава, когда давай поженимся, хуй его знает, мужики. Не, это надо в январе уже будет. У меня 5 хп. Я залуп, я не знаю, братик, тебе вопрос. Роме 100% в этой ситуации надо стоять, бля, потому что денежная ситуация, бля, достаточно напряженная, бля, и это может как-то обернуться им боком, бля, понимаешь, бля, может, бля, жопа и в носик, бля, залететь. Давай послушаем небольшие спики, так сказать. Общение, бля. Спич. Лерон барон, дарон, дарон, дарон. Вы завтра играете в курсе, да? Я, наверное, ну, сейчас сделаем, короче. Сейчас я напишу ребятам. Команда, меня только мина говорит. 11. 12. Я не знаю, просто минус 90, минус 70. Роман, дашь дроп? Благодарю. Все нормально. Ребят, закупайтесь. Go middle полностью отдадим. Они играют только через коннектор. Все. Будем, значит, когда они будут мидл занимать, будем отжимать у них яму, все. Мужики, завтра стрим в 17:00 начинается. Второй полуфинал, по финалу я буду держать в курсе. Диман дал бы в жопу Амину с тропоном. Ребята, что вы такие пошлые, ты ебаный сырник, бля. Уважайте Амину, бля. Чё за хуйня, бля? Амина, скорее всего, также до конца будет играть, как в том раунде. Что делать с пакетом, с каким салафаном? Попробуй под раковину убрать, я не знаю, я так всегда делал. Всё, мапка, сиди там. Какая третья карта? Роман, Инферно. Нахер из КТ. Слушай, они опять хотят через коннектор нормально, войти, нормально. У них получается как-то через мид заходить. Как ты думаешь, есть шансы команды Синди разъебать сейчас? Если они соберутся и поймут, что команда Эрика входит через... Смотри, очень важную инфу. У них сейчас дает пуш и десаут. Потому что никого нет вообще пода. Посмотри. Да. Как они стоят, посмотри. Все. Они охуительно стоят. Не надо. У нас да, но они на Б решили все пойти, да. Иди, смотри, как Десау сидит там. Пан разбирает бистикса. Блять. Серега спрыгнул. Найс. Найс! Лучший матч. Шорт. За плантом, чел. Ой-ой-ой-ой-ой. 2-1. Эрик, сука, Шоков остается один. 2-1. Есть хп Рома. Ой, блядь. Матрицкого 10 хп, у Шоку 12. И у того, и у того, что ебать, тебя уже, бля, язык заплетается. Я как будто бухой, бля. Да не, на самом деле, сейчас можно и помолчать. Это верно. 12. Рома, блядь, лучше. 12. Рома просто клатч-министр какой-то, правда. Я ебаный бот, блядь. Да, клатч. Бери, дай мне, блядь, тоже ганыч нужен. На кой играю? Ладно, я сыграю с армором первым, похуй. Че, я в Африке отпишу одно сообщение. Кинь вот этот молик, я тебя потом посажу в фонтон. Точно так же, играем, занимаем крайние точки. Сейчас охуенно сыграли. Подходи, блядь, туда. Возьми ты эмку, дроп. Второй. Выходит. Эрик забирает туджа. Эрик, сука, шока! Уджа очень Добрый быстро есть. Забирают. И опять они мид открывают. Посмотри, они через мид. Вот видишь, они хуёво умирают, то, что они в миду. Они уже поняли, что если они инвестовываются, они реально, бля, выигрывают раунды. Такой хуй они, блядь, да. Лезут в этот ёбаный мид, бля. У них не получается за него драться. Ну отдайте мидл, блядь. Пусть они сами предпринимают действия, ёбаная жопа. Я понимаю, что легко сидеть пиздеть, понимаешь, бля. Магомед кековый цейт, блядь. Здорово. Галки в чате пиарятся, согласен. Охуели совсем. 3-3, 1. Десаут, я так понимаю, кто у нас? Смотри, проходит шорт, а тут бистикс. Ну, у него, кстати, прикольный ган в упоре работает, он может 2 килла дать спокойно. Это Б будет. Быстрее, смотри. Да, шорт уже проходит. Шорт близко справа. Ой, блядь. Найс! Хорошо. Это... Один тут где-то. У тебя бомба, Ром. Ой-ой-ой-ой! Почему Амина не помогает? В 2 в 1. Ёбнули! Не пикай его. Я просто в пен, как я. Слушай, один фандер, 2-1, ситуация, бомба удобно, очень лежит. Бомба лежит, но не активирована. Нельзя еще умирать, нельзя еще Макриском умирать. Хорошо, хорошо, минус 50. У тебя раз двоих есть, можете хотя бы боковой кинуть. А у меня так... Бегает слева, справа.
Блять, это как-то очень мало сняла хаешка, казалось, что вообще под ноги залетела аж, бля, вообще яйца оторвать должно было. Ай, блять. 9:46. Бля, как же мило, что он извинился сразу, это пиздец. Нет, нет, время. Он в плен пойдет, у него только время, только за бомбой пойдет. Видел? Блять! Блять, тут оружие подвело, ёб твою, блять! Блять, реальная НТ, нахуй. Шок колет. Шок колет. Ладно, нормально. У них есть шанс, ебачок ежик получается. Да. Не надо по-любому сейчас задавать 14, давай послушаем, так сказать, мораль атмосферы в команде Фандера. Сейчас уже все тихо, спокойно. Шок колет. Шок Кока-Колу выпил. Шок колет, осуждаю колоть. Слава, позови прокомментировать с Филатом. Ребят, я с Филатом тоже прикольную идею придумал. Но это уже в январе все будет. Ой-ой-ой, лорд Суслик, бля, ебало. Ой, кстати, хорошо, бля, Серега в пизду плюнул, блядь, лорд Суслику. Да, есть кол и ТБ. Тем временем Синди заходит в спину, ребят. Сейчас он, блядь, должен был слышать. Не слышал? Ай-яй-яй-яй! Оу! Синди, да. Это очень интересно. Мид отдают, очень мид отдают. Слушай, есть гана, есть шанс реально забрать раунд этот, блядь. Но бомба установлена. Смотри, у ЧБ скаут получается, но нет сейчас армора, нет армора. Только у Синди есть армор. Тебя окно забрали. Эрик, тебе надо шор смотреть. Да, мейна не будет. Накоцал. 3 в 1 ситуация, Виктор, блядь, чей банат. Не, это раунд для команды The South. Это пиздец, блядь. Успею, Слава, да, позови как-нибудь кофе, а может цикорий позвать? Блядь. Опять же, все происходит из-за того, что мы не играем позиции. Никакие абсолютно. Бэдом никого у нас не стоит. Стоим в стиле мидл. 12-9. Смоков у нас нет. 12-9 и хуёвый бай такой. Пошли, не очень пиздатый. Ребят, я походу оговорюсь, я не знаю, блядь. В 15:00 завтра стрим, второй полуфинал, строго против команды Аункера, бля, будет очень интересный матч, не знаю, кто выиграет, реально будет рубка, пиздец, всех ожидаю, бля, в 15:00, последний полуфинал. А может быть вернемся и долгий раунд сыграем? Нет, нет, все уже. Бля, мне уже интересно, кто выйдет с этой пары в финал. Прям молик. Ну, походу, на этой карте мы не узнаем, хотя хуй узнаем. Смотри, они на Б несутся, ломятся просто. Слушай, Синди спину заходит. Ой-ой-ой, ебут. Ой-ой-ой. На этот момент, слушай, в этот момент Синди залетает в спину, убивает спокойно, значит, банда. Сейчас получит инфу по Фандеру, и это ребята должно, блядь! Да, молодец. 13-10, слушай, камбэк реально возможен, блядь. Слушайте. Слава, сегодня удалось, душил, было дело, ребят, жестко надрочило, блядь. Да я хотел запикать, но мне же слабо. Слава, не забывай, завтра Дэр Нави, я помню, я именно утром провожу, поэтому в 15 часов. Ну, старки, да. У них начало позже. Давайте сыграем... 15:00 по Москве, мужики. Мидл, один бэдом, по Москве, по МСК. Кто бэдом играет? Вон, еду. Ну смотри, сейчас возможно встреча будет в миду. А, ну тут смог лежит и в окне, и на старте. Нихуя не произойдет. Могу флешку дать. Слушай, не, хотят выйти, смотри, на мид. Да, занимает мидл. И слушай, я сейчас думаю, самое главное не повторять ошибки, которые они уже допускали. Это не пытаться либо грамотно ретейкать, либо вообще не ретейкать. Просто чтобы не умирать. Возможно, сейчас у Десау это будет заруба какая-то. Синди пока не идет. Синди смотрит Пелос. Так, Пелос вообще никого нету. Да. Подвал, иди к нам. Смотри, они под А подходят. То есть все-таки, я так понимаю, атака будет сфокусирована под точку А, блядь. Ну да, да, там такая перетяжечка идет. А, ну и все, смотри, лорд Суслик отходит. Под А, это все, это точно будет аут. Ой, аут. Раунд. Слышно? Раунд под А. Блядь, знаешь, так как... Итак, вне игры, ребята. Офсайд означает судья. Мячу подходит Криштиану Роналду. У нас футбольные термины пошли. Блядь. Заходите, покажу. Да. Бля, хорошо, что так оговорился. Можно, знаешь, мне кажется, как-нибудь оговориться так, блядь, что пиздец. А как комментируешь много, пиздишь, из-за этого язык запутывается жестко. Слушай, смотри, заходит пода, но они не знают, что пуч. Ковра, хорошо, пуч! Нет, это ковры, значит. Ой-ой-ой, бомба еще, блядь, красавец. Очень важную хуйню сейчас делает. Ковры, КТ. Вот, у Эрика, сука, шоково. Это разрешение твое? 2 в 2 ситуация, слушай. 2 в 1. Рома уже тащил такие раунды. О!
Да что это, сука, вытворяет? А, этот Фантер там. У него нет подбородка, его невозможно вырубить, понимаешь? Его, блядь, просто невозможно вырубить. Бля, MVP, MVP турнира, блядь. Но MVP турнира может быть. MVP турнира может быть только человек, который выиграл турнир. Для этого Рома Матвейский должен будет выиграть турнир, ребята. Это я называю баланс, уже включил. А, реально прям орёт? Да. Ничего, просто не надо. Я не ною. Там разборки, слушай. Мы играем лучше, просто общайтесь. Это самое главное. Просто общайтесь. Вот вы сейчас два в день остались, не договорились. Пол хп, машина, один шот. Тут уже разборки, слушай, блядь, пизданулся, блядь. Убил, а. Умничка. Да, мага прям говорит, не тильтуй. Фандер говорит, я не могу. Помоги! Слушай, выходит на нас, смотри, Рома Макриски, блядь. Да, он видит. Дает инфу. Перетяните. Это А, перетягивайтесь. Не видел между, это очень плохо. Это пиздец, да. Это пиздец, это пизда, бля, вонючая. Блядь, нихуя. Блядь, хотя бы один килл. Размен. Спину заходит. Деса, вот это сейчас может сыграть ключевую роль. Сейчас на бистик-то выйдет. Блядь. Серега, вот. Все. А что там? Блять. Он заходит в спину, короче, хуярит спину. Инту промахивается. Потом выходит, видит труп, хуярит в труп на ковра. Это кто-кто? Это Десаут. Строго тоже тут в чате сидит, смеется, блядь. Ну это пиздец. Десаут на мотивации. Он решил добить наверняка, чтобы не подняли, слышишь? Я так понимаю, это будет... Строго, ты видел, да? 23-го ни я, ни мой брат не стримит. Мой брат, вы поняли, про кого? О, блядь, мидл. Ну, про моего брата. Про... Что 23-го такое? А? Просто не стримите? А, может быть 22-го. Мой брат, почему, в смысле, кто мой брат? Вы что, моего брата не знаете? Не, я понял, а почему не стримишь? Еще мидл. Не пуш дальше. Говорю, не пуш. Вафа, ты 22-го тоже не стримишь? А? Тоже не стримишь? Не, 22-го в 15 стримлю. Сегодня какое? 21-е. Завтра в 15 я стримлю, мы с тобой стримим полуфинала. Да. Вторые, последние. Будь здоров. Штихнул. Спасибо, брат, большое. Смотри, 3 в 2, 5. Вот пока, когда Рома живой остается. Шансы есть. Шансы есть, и они равны. Смотри. Они больше даже, чем у... Вот тут он хорошую позицию один, занял, грамотно, один но... Между. Один между, другой каленок. Как ему везет по таймингу, смотри, прям заходит за стенку. Знаешь, что он хочет сделать, мне кажется? Он захочет сейчас... Хорошо. Каленый. Первый. Блядь, не туда начал нашивать. Он тут хп уже, посмотри. Есть хаешка, надо отходить, да. Братан. Все, вот теперь все. Все, пиздец. 15-11. Блять, слушай, это, судя по всему, третья карта. Можем дотянуть до удара. Мы уже такое проходили. Для нас будет легко, поехали. Мага себя грызть начинает, значит, снизу. Он говорит, что моя стрельба руинит вам игру. Я ливаю, говорит. Ему говорят, останься, мы не сможем вчетвером. Прям сразу начнем. Реклама будет? Не, ребят, сегодня без рекламы, сегодня. Мидл бегут. Мидл много один яме отпикивал. Смотрю, пробег шорта, никого не вижу. Ковры зашел, никого нет. Не пуш дальше, ковры. Шорт, лохп, шорт, все. Еще, двое лохп. Проходит шорт, не смотри, лорд суслик, бля, дает килл. Слушай, ну это похоже 16-11. Хотя хуй его знает. Потому что, ну, посмотри на бай. Хотя столько команды десаута, бля, брала. Вот таких морально волевых раундов, блядь, пистолетных. 3-3. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош! Эрик, сука, Шоков один. Эрик, паскуда, тварь, блядь, Шоков! Убивает. И один в один. Остается пуч, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Остается оба по 10 хп, по сути. Очень тяжело. Одно попадание, но у него винтовка. Ну да. Выкинь, возьми автомат. Ёбаная винтовка, блядь. У него должна быть инфа, что он лоу хп тоже. Выкинь и возьми автомат, возьми оружие нормальное. И ты сможешь, мапки, я верю в тебя. Слава гоу, жестокие камеры. Смотрите, ребята, пошла работа, блядь.
Блять. 16-11. Был, кстати, шанс. Давай, давай. Нормально. Кстати, какая третья? Легенда. Какая третья? А, ребят, спасибо вам за игру. Третью карту играем прямо сейчас. Инферно, блять. Пожалуйста, блять, просьба большая к вам сразу прям начать. Прям сразу же. Сделайте. По-братски, могу на вас положиться? Я понимаю, что это сложная работа, блять, но... Это очень важно. Ребят, не, есть... Бандер, ребят, во-первых, не ссорьтесь, бля, вы молодцы. 1-1. Не, что ж? Ребят, 5 минут паузы. Да, рука уже очень устала. Бля, просто... Вы поняли, сейчас я включу кассу. Ну, мы просто... тоже там, мы же там тоже участники. Хотя бы 3 минуты, чтобы это, рука очень устала. Ну, типа 2 минуты поссать сходи, так сказать. Ну, давайте быстрее, пожалуйста. Фандер. Это звучало грубо, я не в обиду говорю. Я просто... Понял, ты как лучший игрок в нашей команде. Не обижайся, просто мне тяжело, потому что... Я понимаю, потому что мы боты ебаные, я понимаю. Давление лютое, нет, давление лютое. Ты говоришь, там кол дать? Давление, а ты что, не пьешь против давления ничего? Нет, Фандер, ты лучше, ты настрелял 30 фрагов, другой бы на твоем месте. Не, вы молодцы. Сейчас, мама, на секунду. Мы выиграем сильную команду, мы играем с ними на равных, ты лучше. Ой, давай, спасибо. Мага там просто. Не, давай принеси, пожалуйста, маму. Давай, все. Не, ну мага на самом деле нормально поддержит, это красиво. О, ребят, какое блаженство. Да и, блядь, Слав, выключи микрофон! Давай. Короче, Илюш, ни в коем случае не надейся, что мы надеемся исключительно на тебя. Мы стараемся все отыгрывать как можем. Я чуть титанула на мираже, я постараюсь, честное слово, играть лучше. Все хорошо. Да нет, ты если умеешь, мы как-то хорошо на тебя давим, извини. Мы постараемся, я говорю от всех, я надеюсь, все меня поддержат. Тут нужен миньетик. Ну, этого не блять, у них такая дружественная установка, я бы хотел с ними сыграть даже. Тут нужен реально миньетик. О чем говорить? У них прям так, ты слышишь, да, что у них? Все, короче, все. Что, все окей? Давай, Инферно, наша карта. А, ребят, тут нужно искусственное дыхание в пенис сделать, в таком случае. Собрались, блять, команда, вы все можете. Просто помните это и идите к своей цели, ребят. Пусть победит сильнейший. Я за победу, за красивый Counter-Strike, ребят. Я ни за кого. Я не буду ничью сторону выбирать. Хорошо. Ну, в этой катке я за вас болел. Я за красивую группу, чтобы 1-1 было. То есть... Вы готовы? Да. Да. Все, сейчас я у них спрашиваю. Ребят, готовы? Да. Я готова, а Макриски еще писает. Ну, Рома, если я прошел, не могу, так, Рома Макриски писает, шланг у него длинный, блядь. Все, ждем, значит, ждем. Пусть они заходят за Терров, а мы его закатаем. Потому что я не могу зайти за них. Давайте. Надо перейти, да, кому-то? У меня слава там. Чтобы они зашли, не, ебанулся, не. Я не могу закатать. А, ну хотя бы медик от спины не убил, да, подушил. Все, ребята, тут. 35 на трейне, 15 на мираже, нормально. Не, а, ребята, можете перейти за одну команду? Вот тут у вас не перешел. Уж не получается перейти там, давайте. А мы не можем тоже. Во, пошло. Илор, суслик. Я здесь. Все. Давайте, ребят, я желаю вам хорошей игры, я завожу. Да, блять, это я не суслик, если что. Алло. Маги. Я завожу, ребят. Правильно? Да. Ножи выиграйте за КТ. Ром, тут? Магу. Да, не факт, да, что мага здесь. Погнали. Ребят, я желаю вам удачи, пусть победит сильнейший, блядь. Я не буду говорить, что я за вас болею, никому не буду ничего так говорить. Просто, блядь, за красивый Counter-Strike. Все, желаю удачи. Если что, я за магу сказал. Не факт, что мага пришел. Не, маг здесь, он же мне говорил только что. Это я сказал. В смысле, ты его голосом сказал? Да. Я ножи выебать, чтобы за КТ, например, да, начать. Да. Не, двигайся, смотри, задвигался. Ну о, все, сейчас ладно. Пошло дело. Похуй. Завтра же, вы можете завтра турнир в 16:00 сделать. Слушай, по-моему, в 15:00 оптимально. Мне надо сделать это до дня рождения Нави. Слушай, Эрик, сука. Слушай, я тебе скажу так, на Инферно... Очень важно выигрывать ножи. Именно, чтобы начать за сильную сторону. За КТ. Если она, конечно, будет сильная в этой игре. Потому что у нас были моменты, когда мы за КТ брали меньше, чем за Т. В 10 раз, блядь. Лексу получается где-то 38. Слушай, это уже люди, историки, уже сбились с счету. Ребят, я не умею эту карту играть, поэтому вы должны сказать, где мне стоять. Я дойду быстро за тарелочкой. Откопали меня. Просто бухущего, знаешь, у клуба валялся. Туалетной бумаги. Очень древняя находка, ребят, лорд Гузлик. Пойдем 3 по первому раунду. Покажи маму, ребят. Да не, ну зачем? Я играю, займи слева, потом бисик. Я с мамой видос думаю заснять, прикольный. О, смотри, пистолетный раунд, бисик принимает, Б. Ой-ой-ой, сразу же его разменивают. Не блоки, это баш!
Хорош. Ой-ой-ой, ну не Серега на пистолетках просто. Хорошо, слушай. И мапки, еще мапки здесь накидывают. Это будет очень интересно. Это финальная карта противостояния полуфинала Биг да Капа, блядь. Это просто пиздец, друзья. Покажи свою маму, я поставлю лайк от твоей фотки в Инстаграме. Все, ребят, слушайте, я предлагаю так. Сейчас приду, одну секунду. Давай. Просто набираем до первого раунда. Да, согласен. Лучше всего 14 взять хотя бы. Точно бест. Итак, Кринович и закуп. Кинь хаешку. Кстати, все закупились довольно экономично. Ситуация все-таки сложная на рынке. Посмотрим. Минус Бистикс. Питбан забирает под флот Пандера Бистикса. У них получается пройти на Б, осталось только гробы и снять. На гробах пуш. Хорош. Забирает ЧБ. Сладкую писечку. Ну, похоже, что... Пандер опять остается один и 2-0. Что вы осуждаете? Осуждаем, осуждаем, все, осуждаем! Что вы осуждаете-то? Ты что, за пятку ебнул? Да я ничего не ебашил. А? Ты прям жесткую запретку ебанул, Диман? Нет. Каравайчик, привет. Ребят, надо, о, здорово, Карбой. Смотрите, вот это значит мама дома, ребят. Огромная тарелка грибов. И там на соусе, блядь. И пюрешечка, блядь. Естественно, салатик, потому что мама дома обед комплексный. Диман, запретку ебанул. Может, мне байтить, а я тебе попринимаю? Ну хуя ты делаешь, Диман, постоянно? Здесь, ну ты отходишь, я делаю. Для контента. Может, Рансула? Для контента. Чекает, если что, дефолтная позиция. Okay. Ну не для этого. Еще тебе беру Йосу, чтобы он пока спал, чтобы у меня слюнки не текли. Ковры есть. Тяжело будет Пандеру сейчас, тяжело. Они, по-моему, одну, они уже проигрывали Инферно, да? Если не ошибаюсь. Ну Инферно такая, она вообще сама по себе сложная. Карта, тут нужны командные взаимодействия. Да, вот в этом плане команда Десаута может быть интересней. Не в сыгранности больше. Это смотри, выход шорт. Это шорт. Я с тобой буду душить. Надо проходить, им надо Матю проходить. ЧБ забирает Синди. Ай-яй-яй, не залетает, смотри, не залетает. ЧБ просто как поезд пронесся, бля. Ебало вынес, бля, в GTA 5 РП. Он просто вскрыл консервную банку точки А. Достал оттуда двух и сожрал. Просто двух карасей, сука. Почувствовал. Да, две селедочки. Да, и Бистикс просто против. Уходит сейвить, смотри, в принципе, это правильное решение, 5 в 1, блядь. Да мне чудбаны трахает, понимаешь? О, Пандер так и говорит в натуре, какой так же, как и я сказал, блядь, с языка снял, ждал, можно сказать. Ковры я не увидел, он мне дал одну и прошел дальше. Спасибо, Лерон. Меня за всю игру, меня блядь, тут Синди кричит, меня тут чутбаны трахает. У тебя Амина, что, приехал а в Москву? У меня Амина ебалась, весь мираж. Я не знаю. Позят, блядь, чтоб ты понимал. Я ему 10 хп оставил. Похуй. Один ест у нас там, кто ест? Я хуярит супик. Я тоже хуярю. Нормально. Мамина еда это святое, ребята. Надо закупаться. Я как пиздюком был, вообще не ценил мамину еду, блядь. А мне делают, как мам, я не буду, тут не буду, блядь. Ну, так постоянно было, не делала, еда просто пропадала нахуй. Сейчас у меня мамина еда это просто эликсир жизни, я реально жизнь чувствую. Отойди, мам. Она вкуснее в 1000 раз любой еды. Нет. Я буду выпускать только, я на песках стою. На банане топ. А сколько, наверное, начинает? Часов 6, я думаю. Пол седьмого где-то. Может 7, по Москве. Слушай, ползут под банан. Пуч затаился за мешками с цементом, выходит и ничего не удается ему сделать. А вот Синди наоборот, забирает шок. Игра пески просто глубоко. Только один был? Он один был, один был. Идет жесткий смог кол от Фандера, что да, будет да, все-таки да. На IT. Все, пока, Ром. У нас смог, у нас смог. Все, сиди. Голубой, играй в пленту, десаут. Я возьму. Смотри, Макриски, Макриски встречает. Ой-ой-ой, заметили его кусочек, просто, не знаю, может, хотя подбородка не должно быть видно. Забирают Серегу. Серегу отъебали, слушай, пока очень тяжело с защитой апплента. Хорошее попадание по Фандеру, слушай. Макривского выкурили с песков. Это хорошо, это хорошо, это хорошо. Синди играет с ОПС. Ой, ебать, курочку поджарили, полковник Сандерс, блядь. Ой, сейчас Фандер... Смотри, сладкая писька прыгает в спину, ебет в жопу Макривского. Ёб твою, блядь.
Ой, стой, блядь, стой, сладкая стой, писька. Под это не Синди, блядь. Сладкая писька, нахуй. Ебать. Thunder Beastics. Удастся ли Beastics сделать то, что делал Макривский очень часто на прошлой карте? Идет флешка. Ох, бля, я помню, блин, когда к тебе мама зашла, я тоже помню. Бля, писька сумасшедшая. Мидл не просто собралась, она... А, мидл побежим, вообще ничего не покупайте, гом мидл просто в яму, блядь, запушим туда. No. Тендерли, позволяете что-то вообще нереально, давай послушаем. Не, она жестко, она... Она просто убивает. Да. Хедшот. Вообще бак, как обычно еще. Писька ебанутая вообще в край, бля, это пиздец, бля. Это, ну, это реально хороший уровень игры, я серьезно говорю. Она молодец. Ой, нет флешки. Хорошая флешка, мидл убил поджим. Найс. Пандер Макривского под флешку Эрик убивает. Забирает пуджа. А, еще справа. Ай, блядь! Промазал чуть-чуть. Банан. Тут без шансов, слушай, тут без шансов. Я ползу с жопы. А, ой, я не заметил. Знаешь, тут хуёво видно, да. В огонь, блядь. Шок, твоя говна флешка. Бля, вы начали смеяться в тот момент, когда они начали мид пушить. Да. Я не мог им пудать. Это не она играет, а кто? А кто? Он не был флеш. Друзья. Поехали. Я вот еще так обидно хаешки на косу, меня убили и хаешку позже. Не увидел, что в чате Рома написал шоку. Я не вижу, мидл не пробегал. Слушай, очень спокойно, очень спокойно играют. Ой, потихонечку шифтами подходят к контактам, и у них все получается, слушай. Я сейчас все сделаю. Реально, пока команда Десауту не понимает, как дефать. Дал смок, дал флэш, иду к вам. Будем подай играть, пофиг, чтобы она меня отбили, они тебя будут стоять. Ой, а не запрыгивает лорд Суслик на балкон с первого раза. Попытка номер два. Получается, не, это не про торт, ребят. Это пюре с шампиньонами. Мидл отбиваете, дайте смог зелень. Банан даю. Да, Макривский в интересной позиции, он сейчас заберет Суслика. Не, ее ебарь, потому что ее ебарь умеет играть. Сделай Макривского. Он, скорее всего, сейчас разъебет. Нет, не удалось. Бля, Синди убивает, братан, ты посмотри. Один десоус остался, просто вскрывает целку рвут, бля. Подяткой. Найс. Найс! Серега взял. Молодец. Да, Серега закомбэчил. Григориан, бля, уебаю, бля. Григориан хорош. Я не знаю. Это очень хорошо, это молодец. Тент. Да я, калаш. 3-3. Ага, вовремя. Ну это при условии, что за атаку сложнее играть. Григориан! Это при условии, что за атаку сложнее играть. Очень философскую цитату. Посмотрим, что будет на второй стороне. Но пока они шаг в шаг идут, степ бай степ. Шок, на... Умение проигрывать. Хорошо, не открывает. Это не наличие навыка выигрывать. Чел на зелени. Точнее, не отсутствие навыка выигрывать. А отсутствие навыка не проигрывать. Я что, пока тут мейби кто зайдет? Это умение внедрение. Maybe кто-то зайдет ко мне. Применение удобрения. Увольнение. Распространение. Влечение. Балдежи. Травление. Не, ну вначале я начал балдежный, типа. Умение, бля, проигрывать, бля. Это не отсутствие навыка выигрывать, бля. Это умение черпать из каждого проигрыша, бля. То, что... сделать тебя к победе на шаг ближе, блядь. Раз, два. Раскидка Б. Бистикс на бусте будет первый встречать. Пойдем. 3-3 ситуация. Слушай, ну в то время уже заходит, блядь. Уже заходит церковь, ребята. Синди нашивает, тут никого нет. В принципе, это выстрелы в никуда. А Диман отлетел, что ли? Амин, не открывайся, пожалуйста. Банан не будет. Диман завис, пиздец, ребят. Пробегай налево, солнышко, пробегай. Все. Солнышко, ёб твою. Слушай, я думаю, после игры они начнут ебаться жутко, блядь. Чекай гробы себе, чекай гробы, это не будет. Солнышко говорит! Забейте, я очень-очень плохо сделаю. Бля. У нас очень много шума, когда такое происходит, заметили? А вы просто не договариваетесь. Диванчик живой вообще, интересно? Недопонимание возникает. Вот
ну, типа, как должно быть? Ты посмотрел банан, если на таком тайминге банана уже нету, точно уже никого не будет, они ретейк делают втроем, очевидно. Соответственно, ты должен играть с своими челами. Сейчас наберем, ребят. Там, где ты стоишь, это норм тема, но тебя могут отзонить смоком. Можно ворваться, ближе встать. Почему я тебе сказал продлить молик КТ, чтобы ЧБ смотрел только себе? А что ты орешь? Это нормально все? Ты что запрос у меня? Ты живой, у тебя может инсульт? На которого идет кроссфайр. А Пуч где играет? Пуч? Без понятия. На Б. На, понял. Давай жду. Давай, братан. Конечно, конечно. Давай, давай. Уж испугался, что с Диманом не то, бля. Я ему звоню, он весь запыханный, бля, его ебут как будто. Бай, правильно? Вот на носилках несут. Да, да, да. Пизда. Подожди. Что они делают, будет интересно. А. Ну, вообще у нас должно было быть эко, но кто-то закупился. Поэтому идем. Я деньги. Такие же грибы охуенные, пиздец. Пэш-бара нужна. Есть пэш-бара? Слава, сука, да, Германа никто не видно. Я не знаю, как сделать, чтобы было видно. Его надо пониже спустить, но он высокий очень. Но. Диман, тут? Наверх кидаю. Да, алло. Я уже думал, мы тебя померяли, не написали. Диман умер, бля. Мне так жалко тебя стало. Нет, ты меня просто вырубилось. Все, нахрен. Помогите. Найс! Ну вот, можешь же, блядь, можешь, нахуй. Шо ты, блядь? А я к серваку не смогу зайти, да? Или смогу? Хорош, блядь. А? Могу зайти на сервак? Да, 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 конечно. Какой, они... второй или первый? Что за звук? Первый. Ты зашел? А что там у всех звук появился какой-то? Надеюсь, игра не крашнется, блядь, что охуеть. Один килот будет хорошо. Это ты типа хочу девочку, ну, чтобы секс да, сделать? Да, будет норм. Да. Понял. Ты у меня в Airbus же, да? Все норм? Да, там просто такой звук, как агент заходит вообще. Смешной. Чтобы, знаешь, какой-то из телепузиков, блядь. Всем здорово снова. Слушай, ну потихонечку набирать команда десаута раунды, это очень хорошо. Для команды десаута, естественно, мне вообще похуй. Слушай, ты пропустил, в принципе, нихуя хороший заход от десаута в спину. Жестко разъебал трахом в ротик. У вас будет лежать смока малых, и я дам флешку над балконом. Слава, у тебя Лерон Барон спрашивает, можно ли подсосать трафика. Трафика? Через второй, все. Трафика, может, и можно. Я дам смок малый, фишмарский. Шок, у тебя есть. Фандер, я тебе дал калаш, дай мне У меня армора нет, 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 нет. Меня вроде как бы все сосуд не спрашивают, блять. Пули нам не привыкать. Ой, слушай, интересно, возможно, раунд будет, смотри. Ой, найс! Балкон чел, балкон чел. Да, они выходят, смотри, смотри, и выйдут, у них получится. Найс! Выход, тем временем, выход. Макриский, макриский. Всем стоять, вас не бьет. Ай-яй-яй, блядь! Лучше. Синий вылетает. Найс! Патроны, 10 хп. Найс! Хорошая игра. На один хит точно сейчас. Лорд Сусок. Ай, блядь, ебут позвонок, еб твою, блядь. Да. Мне просто пуль мало было. Сережа стреляет 20 фрагов, отсосу так и быть. Уф. Ебать, блядь, так хочу, чтобы ты сосал о Сереге. Прям жестко. Я же напишу в чат. Есть, я могу дать ВП, надо, Фандер? Не-не-не, спасибо. Я... Здесь это... Такая... Фруктоска, в телегу выложишь процесс? У меня есть деньги, спасибо. Я хочу реально, чтобы, знаешь, чтобы каждый день, бля, просто фруктоска на пенисе прыгала, Сереге. Я был бы счастлив. Нифига себе. Глубокий горловой миниет. 20 прыг. Нет, не пикай, просто хаес. Она реально так сказала? С обратной тягой, я бы так его назвал. Отсосет только за трафик, если. Не жми. Ой-ой-ой, Синди не среагировала. А что он там делал? А, там на банане перестрелка, да, интересно? Опасная, кстати. Надо, ребят, вы понимаете, что пока мы банане не будем играть, они будут играть хоть пятером на... Потому что мы идем сразу на А. Короче, мне вот честно кажется, что Серега с Олей были бы очень хорошей парой, я серьезно говорю. Каждый раунд. А мы знаем, они знают, что мы обс... Ну, то, конечно, там и банан контроль давит. Мне прям реально сидеть. Так кажется. И мне почему-то кажется, что они уже трахаются, вот если честно. Да 100%. Молик даю ему, молик даю. Молик. Пески сайт был. Бил. Атаха здесь при чем, блядь. Бил. Блин. Мне кажется, знаешь, мне кажется, они другу подходят по темпераменту. Своими лучше брос, играй двадцатку. У нас пиздец размен не хватает. Короче, Фандер говорит, что пока они не смогут отжимать банан или выходить с него, им будет чуть тяжело. Если мы идем как кабаны, быки прям до тау даем, то давите все вместе, не надо никому не остаться, шахтить. Куда так, идем? Сейчас будет куш банана, я так понимаю. Давай, давай. Старый единый, вот прикольно они тоже. Они банан закидывают очень жестко, ребят. Пофиг, пофиг. Сейчас будет куш банана.
Да ничего, ты что гонишь? Они кидают один. Мне прям кажется классно было. Я не против. Больше ничего. Итак, пуш банана. Два ФК пишут. Давай перейдем в команду. Пуш банана, да, смотри. Интересно, хаешка от Бизикса, хорошая хаешка будет. Да, охуенная, охуенная. Хорошая хаешечка. Ну они что, и море, смотри, залетают. Чуть-чуть Эрик, сука, шоков, бля, прогорает. Вернуться или не... Они пошли, три под Б, их много. Уйди, уйди, Рома, уйди. Дали смог. Да, проходит. Дай посадку здесь. По словам твоим друзей, бля, Сережа и Воли занимались сексом? Слушай, по словам моих друзей, не знаю, вот я лично сам лицезрел, как Серега жестко насаживал, блядь, насадку Ольгу, блядь, на свой пень. Просто вообще без вариантов, не оставляю шансов. 8-3. Серега, блядь, ты... Ты видел даже сообщение в чате, блядь? Да. Сегодня будет жесткий, ну это жестко. Маски кричит сюда не ходить, блядь. Серега уже летит 16 фрагов. Там на Б невозможно. Хорошо, ребята. Смотри, теория инферно. Слава, самое... тут найди мне мотивацию для 20 киллов, пожалуйста. Деса Фандера, Деса Фандера, быстрее. Подожди, а если я 35 на ТГ, что мне должны сделать? На тебе, блядь. О, дядь, тебе такое еще никогда не делали. Юичка сказала. Если. Главное не написать, если Макриски, блядь. Ой, если Серега. Юичка сказала, если мог настрелять 20. Заебись, все, спасибо. Работает. Пошла мотивация, блядь. У меня просто два никнейма и то же самое. Да, он просто, блядь, контрол оставил, он не поменял. Я, если честно, чуть не затупил, чуть не написал, типа, Юичка сказала, если Серега сделает. 20 врагов, блядь. Бля, надо будет после этой катки пойти эску поменять обратно нахуй на 30-ку. Какую нахуй эску? Тебе после этой катки надо идти за лупу мыть, бежать, дурак ты ебаный. На 30-ку обратно вернуть, ебал я вроде. Прям теория идет, теория инферно. Так, ладно, я замутился, не буду вас расслаблять. Давай. Ход тактическая. У нас пока супер ДС, Паша, блядь. Очень просто. Алло. Хорошо, я буду играть, наверное... Договоритесь, да. Теперь я играю мидл. Голова кружится, бля, меня самого вырвет нахуй. Все. Кто у нас второй? Ты уже смотрел? На Бисикса. Я бы сыграл второй мидл. Все, хорошо, ЧБ и Амина. Играйте второй мидл. Шок. Гром, и... Ебать, им Фандер все раскладывает. Чувствуешь? Да, вы отбиваете ковры вдвоем, идете прям ногу, да. И вы вдвоем играете тогда шок и мага. Бля, это прикольно, как в команде за тебя кто-то разжевывает с первым. Ну вот, они, он разжевал. Все, сейчас посмотрим, насколько, знаешь... Замените количество. Хорошо, теория, просто, но знаете, практика, делать? Практика. Займите, даем почту. Я вчера это видел еще. Ладно. Срока пишет, чеки у Димана на вебке, как будто наушники не включены. Я вчера тоже поначалу не понял, прям. Как будто сидит просто с выключенными наушниками, дурак, блядь, ебаный. Юичка, здорово. Сейчас я попробую. Тут я за тебя кое-что решил. Резать сегодня с Ромой поработать. Хотя бы 5 раундов, потом пистолеточку и нормально. Второй мид ждите. Порадует своего кавалера. Окно. Фока, здорово, братик. Это красный, он очень красный. Умер. Банан вышел, бля, не могу падать. Не удается. Ты меня зарейдил, что ли, дурачок, блядь? Спасибо тебе огромное, пока. Мидл стоит, в упоре мидл. В упоре мидл. Спасибо большое, братан. С другой стороны, брат. Бля, весь локоть сперми, блядь. Мидл. Зелень. У кого-нибудь из вас, Алик? Ладно, давай сфокусируемся на игре, все-таки это, блядь. Спасибо. Последняя карта полуфинала Биг Дак Капа, блядь. Один был... Будет известен первый финалист. Ну, слушай, обе команды максимально достойные. Я даю смог зелень. Слушай, а вот сейчас бы им бы идеально было перетянуться на Б, там всего один человек. Потому что команда Бистикса думает, что будет атака на... Ну, это было максимально игры. Ой. Это было бы очень интересно. Игры, максимальные игры, блядь. Нормально. Изи. Слушай, ну хотя я получилось. Посмотри-ка. Может, я получилось войти. Ставлю в закрытую. Нет. Ой, а ждут Бистикса. Бля, как много пиздишь уже язык, блядь, по сука, путается. Я говорю, сейчас как бы не запутался, блядь, запретка не выписал. Прикинь, когда он постоянно комментит и комментил. Я помню, как у Юички однажды язык запутался. Смотри, что происходит, Бистикс. Я рискую. Ну, читает. Он меня прочитал. Правильно кинутая грена. Как думаешь, что завтра выиграет? Мне почему-то кажется, что строго. Слушай. 8-4. Малые, Амина. Ребята, это расслабляет. Тихо. Надо собранным оставаться. Давайте 8-7 давайте попробуем, ребят. Это возможно. Я даю калаш, подождите. У меня и пароль на сервере пишут. Вижу. Что малые? Малые, это вот малые, это со стороны библиотеки. У меня пароль на сервере. Там типа на библиотеке, она будет и библиотека. Слушай, Фандер им пиздец как игру раскладывает, я серьезно говорю. Договор. Да, ну вот и результаты сразу пожинают плоды. Угу.
мид не пикает. Просто хае дали. Есть один авик. Вот. Я скажу честно. Ой, блядь, Синди обидно, потому что начал мага, мага на... Слушай, они сейчас из-за этого, кстати, могут на Б быстро побежать. Мага хотя постоянно нет. На банане отдается, вот в чем сложность еще. Он постоянно выбегает, его сразу шотает. Неважно. Да, какой, слушай, в этой игре у маги, блядь, вообще не прет нахуй. Его рот ебал. Он не понимает, как играть Инферно. Ну, посмотри на сладкую письку, братан. Ничего, они все перетянут. Писька вообще... Раскидывай Б. Не только сладкий. Бля, сейчас тяжело будет Роме, сейчас. Ой, блядь. Поторопился очень, решил на звук вообще начать стрелять. Слушай, это два ВПРа еще. Пиц ВХ не спалился нахуй. Чех где глубокий стоит? Бомбу, бомбу, бомбу. Ставлю по тебе, мидл. Все, Амина в песках. Шорт бежит. Двое? Нет. Кого больше веришь, в Мистикса и Пуджа? Или Фандера и сладкую киску? Ой, письку. Блин, оба. Слушай, ну мне кажется, сейчас позиция, ну все, да, это... Авик! Ай, бля! Фандер затаскивает. Блин, хороший, молодец. Умничка, Илюша, блядь. Слушай, дай-ка я послушаю атмосферу сейчас команды Саута. Они сейчас начинают почему-то жестко преимущество всасывать, дядь. Я возьму Алик сама. Ну он расписал им, что делать, они делают это красиво. Это еще прикинь, если бы мага не отваливался. Сладкая киска, блядь. У них бы было преимущество еще больше, если бы мага не отваливался. Вот сейчас магу я посмотрю. Бля, Сереге четверку добить, там миньет реально будет в телеграм, походу, у фруктовки. Бля, вот, Оля, с тобой реально в телегу выложи, как отсасывай жестко ему. Прям. Ты когда такую гранату кидаешь, ты не должен остановиться. Два под два. Что с Эриком на Инферно? Слушай, я не знаю, тут и мага выключился на самом деле. Дострел идет только. И плюс, я думаю, ребята уже устали, потому что знаете, как на самом деле это энергоемко, ну это реально трудозатратно. Ой, смотри, смотри. Бля, Синди опять промахивается, вообще не залетает мне что-то сейчас уже. Мага прям... Кань взлетает, на самом деле, она просто, знаешь, более сейвовая позиция, возможно, выбирает. Мага крайне агрессивно играет, но ему везет, его сейчас не забирают. Сейчас не забирают. Ну, сейчас везет, знаешь, а до этого не везло, блядь. Он один, а зачем он остается? Зачем он идет пикать? Зачем? Ну, это опасно, может быть, да. А зачем он один остался? Вот зачем он? И просто для контроля, да? Ну, он как люркер остался. А, ты, я думал, блядь, перепутал. Магу, да, он как люркер. Да, смотри, он ждет. Три человека на Б, два на А. Вообще не чекаю. Окей. А у них наоборот, блядь, слушай, у них два. Я тоже думаю, это два на А и четыре, блядь, из кентов атаки, блядь, под А тоже. Есть у нас четверо, четверо на А там, да. Слушай, на Б стоит. Играет Пуджа. Да, мага хорошо, полезно сыграл очень. Бичикс до сих пор сидит жесткий. Наверху. Блядь, жестко, слушай, тут Синди, но они должны 20 пропускать. Найс! Хороший. Хорошо. Ой-ой-ой, не убирает Фандер. Не идет у него. Фандер, найс, блядь! Ооо! Ебать! Ё-моё! Что, блядь? Вот! Ты зыс! Вот! Ой, ну, вот он и аватер. Не надо было пушить, кто попал. Вот он и аватер. Это, блядь, что за хуйня была? Вот он и аватер. Бля. На это ладно, ласт, да? Надо хотя бы этот выиграть. Блядь. Ебать его рот. Что это, блядь, было? Ну, бля, он такую плюху дал через ящики. Дядя, ты просто пиздец был. Ну, это реально киберспорт, блядь. Это Simple Style, блядь. Они сразу паузу, мне там, походу, руки трясутся. Я, знаешь, я как обычно такие моменты давал, ко мне все хвалили, типа, слава. Лайк, лайк! В чате повтор просит, вы видите, пожалуйста, экран. Да, сейчас, ребят. Блин, что ты за хуйню в рот взял? Хотел хуй нормально, бля, пригубить. Тут надо мувик хуярить, слышишь? Не, ну это круто было. Слушай, кстати, с турнира, если сделать мувики именно таких клатч-моментов, это было прикольно, мне кажется. Кстати, возможно, да. Потому что они прям пиздатые. С нашим комментированием. Хотя, блядь, если с нашим комментированием, мы, наверное, всего два момента их видели. Мы все проебываем, будет, блядь. Да. С нашим комментированием только, наоборот, хуже будет. На пол положил, да? Тарелочку на пол положил, у меня на столе места нет. Фандер это ху, а Фандер это пиздец, блядь. Это молодец, блядь, реальный. Не, ну хули, он хороший импакт носит команду. Слушай, Серега, ты как 16 набил, как залетела инфа про миньете католички, блядь. Неужели он настолько не хочет, чтобы она губками его пенис полоскала, блядь? Что за хуйня? Сколько Сереги осталось до миньета? Сколько было, столько осталось, блядь. Он, наверное, вот в этом раунде сказал, кажется, так одного килла не сделал, мне блядь. Кажется, он не хочет. Мне вообще как-то, знаешь, мне не нравится, что все время Серега очень как-то пренебрегает, знаешь, вот Олей. Мне вот это вот вообще кажется, не нравится. Он не хочет. То есть я хочу, возьми за жопу, еби в рот. Они еще не пришли, да? У нас никто не отходил? Странная хуйня. Ян Пас написал, что... Закупайтесь на фулл, это последний раунд. Ну, Криско нет, он. Мага в магазин сказал, мне в магазин надо сходить и ушел.
что голова уже болит. Блять, такие игры, они, конечно, очень выматывают, дядь. Это просто пиздец. Ты посмотри, сколько, блядь, сильно люди, блядь, куярят. Насколько турик стал вообще лютейшим, блядь, просто. Ну, блядь, в финале только сильнейший игрок окажется. Ребята, что там за кипиш? Что такое? У них что-то, да? Да. Сейчас пойду спрошу, что там. Алло, алло, Моторола. Что там, вы готовы, ребят? Да, готовы. Все, делайте анпаузу. Они готовы, ребят? Окей, мы тоже. Серега здесь? Да, да. Точно он последний отошел? Да, да, я тут, я тут. Все здесь, да? Окей, все, давайте удачи. Решающий раунд. Да не, гол пушь, запушим ковры. Слушай, они за атаку хорошо берут, хорошо, на самом деле. Это да. Я пойду ковры. 8-6. Очень неплохо. Паша, да. Так, Бистикс встает под мешки. Блять, ну тупой. Бля, видишь, смотри, сколько они раундов отдали на самом деле. Неприятно. Преимущество въебали свое. Да. Бля, там бустанулся нахуй. Могли спокойно 2-3 делать. Сейчас Бистикс будет банан встречать. Лорда Суслика, по-моему, опять его будет. Ох, ё-моё. Ты, блять, ты посмотри, что ты-то падали ебаная делает, блять. И тут всего лишь один Макриски, но он уже не успеет добежать, потому что пачка будет сломана. Пошел пол, все на Б. Это 8-7, а там еще такой ган, посмотри, это вообще хуйня. С таким оружием, блядь, нельзя, нахуй. Все, надо ставить, надо ставить. Да, рейдит, кого, это 8-7. Здорово, 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 здорово. По-моему, это 8-7. Анечка. Марк, мои сладенькие, блядь. Мои сладенькие гениталии, блядь. Спасибо вам огромное, спасибо за рейд. Спасибо, спасибо, черешня. Спасибо, Квикантик. 8-7. От души вообще. 8-7, максимально, знаешь, такой, блядь, непонятный счет, ни туда, ни сюда, блядь, совершенно равная игра. И кто здесь скажет, что это дисбаланс, блядь? Что вы скажете про баланс, а? Да, я тут. Ну что вы, блядь, скажете? Здорово. Как дела? Что мы делаем? Что вы скажете? Скажите, расскажите мне. Что, блядь? Ой, блядь. Что пистолетки делают? Пистолетки, блядь, агрессивно будут занимать банан команда, блядь. Андер со списечкой, они играют вдвоем. С писечкой, ну естественно, они после вот этого, так сказать, их синергии, блядь, они, знаешь, они будут постоянно вместе теперь находиться, блядь. А пятерка-восьмерка это Эрик и... ЧБ, они играют на банане. Можем вообще развернуться и пойти Б просто плюс. Извиняюсь, ребят, все проветрят. Ой, бля, ебать, что с голосом нахуй? Ебать, бля, что за хуйня, реально, бля, я ебался в рот, бля, ебать, бля, вот тварь, бля. Завали ебало, бля, ты фуфил, бля, ты ебаный, бля. Да пошел ты нахуй, реально, ты рутик ебал, бля. Вот тварь, бля, вот. Все, зелень играет, зелень. А чё осуждают? Да это у меня голос садится, я не знаю, чё вы осуждаете, блядь. Убить плент вместе, он пленту внутри, в углу. Им этот раунд очень сейчас нужен. Блядь. Нужен, ну поди его возьми. Сучит хуй. Ой-ой-ой-ой-ой. ЧБ десаут, ЧБ десаут. Ну десаут хорошо клатчи берет. Ну десаут есть опыт, у него даже ручки не трястись, бля, у него опыта достаточно. Ну ещё нужно бомбео поставить. Капец, на улице бомбео. Капец, он на Б убежал, слушай. Бля, это очень хороший расклад. Нет, ты посмотри, он просто ушел. Поставил Лео. Просто молодой. Он просто на Б ушел, съебался, блядь. Брат, кислый хуй, блядь. Сукин хуй. Сукин хуй, это звучит неплохо. Какая двойная игра, знаешь? Да-да-да. Сукин хуй. Зло кринжа наваливает. Ну тебя нахуй позвал так. В смысле кринжа, это ТикТок. Смотри, 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 что будет. Блять. Нет, их вообще тащит. Ребят, давайте реально общаться побольше чуть-чуть. Все, Серега хорош. Серега хорош, в этом вопросов нет. У них какие-то проблемы или что ты там делаешь? Да Вова меня в тильт, блять, ввел! Что? Что такое? Че такое, Танюх? Хочешь паузу поставим? Нет, забей. Давайте просто походим. Он плачет? Один килл и отсос. Нет.
Да, один килл еще. Танюш, один килл до миньета остался. Я понимаю, что какие-то свои проблемы. Я понимаю, ну, а постой, поставь АФК, поставь АФК. Ну, возьмите паузу, что такое? А что случилось? Да там, у них какие-то проблемы. А что случилось? Да, блядь, положение войти, ёбаный в рот, блядь. Всё, у меня иду пушит. Походу, я думаю, там Вова запустил стрим, типа, она должна была в Доту играть, походу, с ним, потому что у нее Дота, походу, да? И типа он что-то написал, типа, может быть, агрессивное такое. Да, у тебя бомба. Пойдем в фон. Кому? Кому? Синди. А-а-а. Она плачет? Ну, походу, я не знаю. Ой, яма! Я прыгаю по правой. Так, не давайте ганочи, слышите, у нас деньги. Да. Я помогу. Танюк, нормалёкся? Да, нормально. Давайте паузу на минутку. Останемся. Нет, давай, всё норм. Ну, типа, в себя чуть-чуть приди просто, и все, отдохни чуть-чуть, я не знаю. Не, ну если она говорит, все норм, я так понял, ей тоже надо, дайте быстрее доиграть. Да, давайте, надо. Давайте, играйте, играйте. Не так и долго осталось, 10-7. Да, засталось похуйнее, бля, ебите их, давайте. Конечно, так некрасиво, что я только одну команду поддержал. По-хорошему зайти в другую тоже сказать, ебите их, ну и что-то лень. За них буду просто, блядь, знаешь, силой мысли отправлять. Ну, 10-7, 10-7. На челах. Просто крест въебало, блядь, тапы и давайте все. Зелень просто запушим давай. Вместе и все. Давай. Можно дым кинуть на шорт направо и... А где Фандер играет? Фандер играет аплент. Аплент? Да, но он играет типа шорт. Фандер. Слушай, им сейчас на самом деле надо просто забирать раунд, у них опять экономическая хуйня получится, блядь. Хотя хуй его знает. А это банан? Это смотри, смотри, как Фандер играет, смотри, как Фандер агрессивно играет. Смотри, сейчас будет Эрик, сука, Шоков. Ой, промахивается Эрик, сука, Шоков. И убивает чит Банана. Они вообще, они даже килы не разменивают. Они даже толком никого не накосили, только мапки. И все. Все, смотри, смотри. Все, и они сейвят. В этой ситуации реально, в принципе, логично засейвить. Они даже не пробуют, смотри. Ой, блядь. Ну, ганы нельзя отдавать, вообще нельзя. Это 100%. Им надо тоже копить денежные преимущества, понимаешь? Слышали, да? Инфо. Бомба хуёво стоит. Я как? Чилим просто, да. Да, малик. Ром, кинь флешку в сторону гробов. Я флешку дал. Через зерк. Ещё дал одну флешку. Не корона, бро. Это не корона, бро. Не корона, бро. Сейвит. Надо выжить мапки. Живу. Аккуратно, останемся на банане. Они грамотно сделали, что все вместе засейвили. Блять, мапки ебать откинулся, как так то ебать. Мапки там, да. Что-то он какой-то мягкий целлофановый, блядь. Просто зацепился за провод от бомбы, слышишь, далеко убежать не смог шнурком. Что ж, даже шнурком запутался, ты же хотел, чтобы реализм добавить? Не корона, бро, ты чё не корона, бро? Ильза, здорово. Артём, здорово. Фокси, здорово. Можем хрейм кинуть. Уже 21. Олечка, иди зубки чисти. Можешь уже идти, слышь, к нему в гости, ебать, под столик заползать. За перебор уже, я не знаю, там должны быть. За перебор надо еще и слышишь, подтверкать, блядь, перед членом. Или на члене. Или на члене, прям. Они могут под флеш пикать. Стойте, я... Смотри, опять под бананом стоят ребята. Близко нету. Может быть, маг с дробовиком, ковры какие-нибудь где-то там. Подожди. Я даю смог, стойте. Бля, ну у нас это Best of 3 максимально долгое, оно максимально потное. Это просто пиздец. Ну все, они опять хотят входить на банан, потому что у них это получается делать. Можем идти, хочешь? Нет. Фандер почекал, уходит, и какой же тайминг, они как раз начинают подползать. Люди дисбаланс пишут. Подожди, не давай, гол отпикивать. Я дам дым. Не, кстати, вот рофлы рофлами, это даже самая балансная игра. Ай, блядь! Не попадает! Да, вот это неприятно. Они, ну, они вообще слушай, не разные, слушай. У них не получается играть просто. Вот туда бомба, я бегу. Ой-ой-ой. Ребят, я бегу. Дал молик туда. Блядь, ну! Ребят, мид бежит. Что, блядь? Не банан. Как? Что? Бери бомбу. Попал в ногу, попадает. Бистиксу. Не банан бежал. Тихо, я понял. Грен от маги? Ой, хорошо. Не кинул грену. Сейчас, прыгнись, прошьёт, это же пиздец вообще будет. Слушай, если он его сейчас прошьет. Смотри, и второй уже КТ выходит. Блять, ошибка писечка. От пушка, ошибка от писечки. Есть 23 секунды, но... Сейчас она ему инфу даст, он сразу тогда сыграет. Сейчас от Афины, от Амины инфа нужна. Афина. Так греческая мифология пошла, да? Что поёт? Бузт будет, бузт.
Ебать. А что же, что это так хитро-то? По-моему, слишком сложно, диффуза, да? Есть? Диффуза есть, сладкая писечка? Слушай, как он убежал. На, что ли, блядь, обосрался? Слушай, ты видел? По-моему, они слишком усложнили, да? Она вроде стоит. Бомба с Марги стоит. Бомба с Марги стоит. Все. Профессионалы не фейкуют. Он бомбу не там поставил. Анте, все нормально. Смотрите, ребят, мы сейчас берем раунд. Бля. Просто ноль. Минус миньет получается. Ну, потому что у тебя может... Я бы после такой хуйни сосать не стал, я тебе скажу. Фаст Б делаете? Не бойтесь. Дадут молота? Дадут молота? Хули богиня, Афина ебет, чел пишет. Тушит и заходит. Даю флеш. Даю гранату. Бля, не буду игроков отвлекать, хотел написать, что у вас Ликс, блять. Амину Афиной называют. Заходите. Не, пускайте. Ой, жестко. Блять, как же Синди ебёт. Она как, блять, паровоз, бля, реально. А залетает. Ну такая сладкая писечка. Это тендер или? А знаешь, она типа для контента растягивала, сейчас говорит, поебать, все, летим, блять. Спешить надо, да, и понеслась. Они совет должны. Да, им больше ничего. Пиздец вообще, блять. А ВП может быть? Я смотрю. Они сейвить будут. Я, короче, ухожу. Ну, я 10 постою тут. У вас там по одному хп еще несколько. 12-8. Уйдите, пожалуйста, с банана. 12-8, слушай, все так благоприятно, на самом деле, для команды атаки. После информации о миньетике. Серега прям воспрял духом, а вот Рома, наоборот, что перестал убивать. Видать, не любит оральные ласки, блядь. Сейчас, суслик. Слушай, а там что-то Синди... Блядь, может она крепкая, может не пробьет ее. Плохо, блядь, блядь, Паша, спрыгни, да не, вроде нормально. Не стреляй. Мага, блядь. Стреляй. Блядь. ОП. Послушайте меня внимательно, послушайте, на полтора стойте. Там все к нему прыгали, как в бассейн с огнем, я не знаю. Смотри-ка, она колет, блядь, она все свои руки берет. Она реально все свои руки берет. Под Б пошла. И я вам скажу, когда через полтора выходите забегать на мидл. Побежите все на 20 убивать, понятно? Давай послушаем команду его Фандера, давно не заходил, команду Шока, точнее, уже зовут это. Тут, знаешь, вот только не летит у Эрика, суки, Шокова, вот это очень плохо. Кстати, Эрик что-то совсем, да. Он как и Магрифки просел, у них у обоих по 7 киллов. Непонятно почему. Смотри, кстати, 4 чела играет под Б, если они это быстро, блядь, прощу. О! О, я думал... Вистик, что-то стрелил. Подожди. А, бля, я думал в прыжке и ёбнул. Я да, не понял, они, блядь. Они вообще безопасно входят. Я как будто с первой подавился, блядь. Да, да, всеми... Они без проблем вошли на... Ну что, тут еще... Да, да, все, да, она просто залетает, опять Синди просто сносит, все. Ты посмотри, это таран, блядь. Он просто прилетает, блядь, по головам, ёпты. Ну, сейчас да, раунд да, надо им отдавать, да. Опять... Не, делают. Им сейвить надо, сейвить надо. Путь броню вот сейвить, да, да. Вот куда писечка идет, куда писечка идет, куда писечка идет. Видишь, смотри, вот это, знаешь, профессиональная черта характера, что в команде Десаут еще люди играют, хотя вот пиздец устали, я уверен. А вот в команде Фандера, кроме Фандера, уже никто не играет, знаешь, все-таки опыта маловато. А у Шока, наверное, просто не летит. Ей на доту нужно ебать начала. Да-да-да, я понял уже. Аргу зашел. Лучше. Ну вот сейчас будет закуп. Сейчас посмотрим. Все взяли? Хорошо. Сейчас идет закуп. Ты можешь дать авик? Могу. Давай, а я дам кольт тогда Шоку. Давай. 13-8, слушай. Еще раз держи. Брат, можно привет? Я заслужил гостову. Конечно, можно, брат. Здорово, здорово, здорово. Татьяна и сердечки. Меня, кстати, мама тоже Татьяна не зовут. Все, играем 3Б. Играем 3Б. Нет, нет, нет. Балдеж. Могу тебя дать посесть. Не-не, нормально. И у меня. Ой, они опять усиливают банан, но... Они опять усиливают банан, да. Это, знаешь, такой это дефолт, на самом деле, играть, типа, изначально 3 банана, а потом один отходит. Видишь, вот отошел Фандер. Слушай, лорд Суслик стоит под балконом, что-то нюхает угол, я не знаю, бля, какую-то пыль носом собирает. Смотри, а, кстати, а, лучше, я думаю, на выходе прям, что в бойлер будет выходить Макривский. Тут Суслик, Суслик будет встречать, он стоит спиной. Ой, блядь, хорош. Тут Фандер встречает на точке. Ой, промахивается, как не... Ой, блядь! Промахивается! Неприятно, очень неприятные промахи. Промахивается! Опять промах.
Тут его задергали прям жутко. Все уже, пиздец. И Эрик, сука, Шоков, блять. Вот надо ему собраться чуть-чуть просто, блять. И взять! Ну хуй, там взял в рот только. Просто ты играешь один мидл, тебе так нельзя. Бля. Ты играешь там, ну, на одного, понял? Ты есть. Слушай, у них разборочки, да, послушай. Ты можешь так сыграть, как ты сейчас сыграл на двадцатке, только тогда, когда я есть мидл. Шок, дай его, пожалуйста. Я на двадцатке, да, играл? Да, сейчас, сейчас. Ты играл 20. Сейчас могу отчетить немножко. Мага как будто бухой. Я на двадцатке, да, играл. Да ты играл, блядь. Уйди, бестай. Вы меня видели, сука. Смотри, один сейчас Б занимает, они идут на Б, бля, ёбаный сырник, бля, ребята, блядь! Надо заходить. Посмотри, посмотри. Да, да. Убить, хорошо. Лучше. Это хороший заход, и это ошибка. Просто невезение, какая-то неудача, блядь. Они туда-сюда, они их раскидывают, раскачивают, как качели, я не знаю. Так качели, согласен. Возьми бомбу. Да-да-да, я смог туда. Я ставлю, нормально. Я спину взял. Ну это 15. Не пойдите, тройки, четверка и все. Баланса нет, блядь. Папа бустера, блядь. Спину убил. Лучше. Еще одного убил. Бля, батя порадовался, наверное. Вы запушил, Меня запушил, темный. Ой, блядь, что? Уже за тройкой. Слушай, Фандер пробует раунд делать. 90. Тихо. Ой, блядь! Ой, блядь! Очень красивый раунд, блядь. Хорош, блядь, хороший. Не залетело чуть-чуть у Фандера изначально. Но и это не помогло бы ему все равно, даже если бы изначально залетело, наверное, Бистикс бы. У Бистикса рука не дрогнула, блядь. Ты посмотри. И послушай, как она. Вот это мать настоящая, блядь. Железная женщина, блядь. Пиздец, нахуй. ВССУ, смотрите, серия из раундов. Идут. Смотри, сразу же киты тем временем на банане подделывают поджим небольшой. Справа пикай. Лоу ХП остается, смотри, в коврах кто у нас. Мага. Но он забрал Макринского. Смотри, тут десаут, десаут. Бойлер. Оп, хорошо. Сейчас убьют сладкую пичку. Хорошо. Еще, подождите. Уйти на Б. Уйти на Б. Да, они смог давали. Это очень... Играйте. Все, пиздец, бля! Ебать, Дельмерис, бля, мать, бля, и Кондора, бля! Это пиздец, бля! Это пиздец, бля! Стой бомбу! Не переживайте, минута есть! Ёб твою, бля! Я такого еще никогда не видел, бля, чтобы так, бля, взялись. Да. Бля, Танюх, извини, что задержали, бля, это просто пиздец, ебать ты королева, нахуй, взяла все свои руки, бля. Пиздец, просто расколило, бля. Реально характер, бля, просто железный. Вообще молодец. Охуенно. Бля, все, ребят, я вас поздравляю с проходом в финал, блядь. Так, я камеру офнул, Слав. Да, анонсик я... Ну, короче, буду в конфе держать. Анонс сделаю. Вы выиграли? Ебать, вы выиграли! Я думал, Ром, тебя слышь, моя копипаста, наоборот, замотивирует, блядь. Миньетика, потому что Десоус ебать жутко стал. После этого вообще никого не сделал. А ты вообще ни одного... Да. Ну ладно. Блядь, как же мы хорошо. Так, все, ребят, мне пора лететь. Спасибо вам еще раз огромное, что пришли. Спасибо. Танюх, извини, что задержал. Все, давайте. Спасибо. Всем счастливо. Ебать, красава, пацаны. Ребят, спасибо вам за игру. Да, спасибо. Блядь, вот чуть-чуть не пошло что-то, я не знаю, конечно, там пиздец творилось, там просто Танюха Синди все свои руки везла, там такая координация пошла. Просто ебнуться, блядь. Но, в общем, блядь, спасибо вам за игру, спасибо, что пришли. В другой раз получится. Круто играли очень. Давайте, ребят, ББ. Давай, спасибо. Покеда. Да, спасибо. Не, вы пиздато играли, кстати. Спасибо. Ой, ребята, блядь, надо лететь, ребят. Мне еще надо сейчас в магазин, блядь, мне зимней одежды нету, нахуй. А мне завтра кое-что предстоит, блядь. Мне нужна очень теплая одежда, я надеюсь, я сегодня в магазин успею хотя бы. Бля, парни, спасибо, то, что на потоковом вещании там были, бля, я надеюсь, вам зашло, пиздец, как бы, а может быть и не зашло, но, бля, мы стараемся делать, бля, чуть-чуть контент лучше, я, бля, стараюсь, запариваюсь, вот собрал 40 стримеров, бля, 25-27 числа вас ждет просто ебанутый контент, я серьезно говорю, пиздеть не стану, бля, реально охуенная тема. Я сделаю вот так вот, ну, как бы, вот, ну, я буду сейчас выключаться, да, типа, ой, блядь. Попало, блядь, хуйня какая-то, блядь, все время глаза устают, пиздец, под конец стрима просто уже ёбнулся. Короче, вот
Все, парни, я улетел, съебался, блядь. Берегите себя, берегите своих близких, радуйте свою маму, папу, блядь, всех своих людей, блядь. Как можно больше с ним время проводите, блядь, потому что это пиздец, как важно. Это пиздец, как важно, друзья, блядь. Пиздец, блядь, как важно, друзья, блядь. Это пиздец, как важно, друзья, блядь. Это пиздец, как важно, друзья, блядь. Это пиздец, как важно, друзья, блядь. Друзья, блядь. Бля, ищу кому рейд дать на Твиче. И как бы я бы вроде бы и дал, но некому. Боги нет. Давай ЧБ дадим. На турике играл. Вполне логично будет. Спасибо за игру вам, Серега, еще раз, бля, это ювелирная игра. Большой привет передайте ЧБ с дядей сердечками, поздравьте с днем рождения, как всегда, ребят, как подобает нам, блядь. И все, до завтра, ребят, завтра стрим в 15:00 по Москве играем второй полуфинал строго против, команда строго против команды Ункера, блядь. Выбираем финал, по финалу я потом вас буду держать в курсе, блядь. Все, всех обнял, пацаны, улетел, блядь. Снимите мать обязательно, берегите, блядь, кайфуйте от жизни, блядь. И друзей охуенно все выбирайте, это важно, пиздец. Покеда.